Танака Йосики Легенда о героях Галактики, Том 4: Военная хитрость. Переломы истории и исходы битв решаются в одно мгновение, но большая часть человечества видит эти мгновения, когда они уже отступают в далекое прошлое. Немногие замечают решающие мгновения в настоящем, и еще меньше тех, кто своими руками создает такие мгновения, творя будущее. К сожалению, приходится признать, что среди людей с недобрыми устремлениями всегда больше тех, у кого достаточно воли, чтобы захватить грядущее. Д. Синклер Предчувствие будущего, ощущение настоящего и переживание о прошлом. Каждая из этих трех возможностей способна вызвать особый трепет. Трепет радости, трепет страха, трепет гнева. Последний, пожалуй, самый сильный. Многие люди дают ему иное название – «раскаяние». Еже Маккензи. Глава 1. Гроза. Часть 1. В год 489 по имперскому календарю зима основательно задержалась, и весна пришла с опозданием. Но едва родившись, весна бурно расцвела, и, отвоевав права у зимы, заполнила имперскую столицу Один множеством цветов. Прошло время, сезон сменился, и цветы начали увидать, уступая место сочной зелени, Ветра несли дыхание раннего лета, освежая кожу людей сквозь легкую одежду. В середине июня в средних широтах северного полушария столичной планеты Один, температура становилась особенно комфортной, однако сегодня было необычайно жарко и влажно, и быстро несущиеся облака подгоняли детей поспешить домой из школы. Здание резиденции канцлера империи было построено из светло-серого камня и внушило трепет больше, чем требовало его назначение. И разумеется, оно было выстроено не для своего нынешнего хозяина Райнхарда фон Лоенграма. Множество членов императорской семьи и высшей аристократии занимали этот высокий пост до него, распространяя свою власть как представителей императора на тысячи звездных систем. Райнхард был самым молодым и самым могущественным из всех, кто становился хозяином этого здания. Прежние канцлеры были назначены императорами, а он же сам назначил себя императором. По коридорам этого мрачного, угрюмого и нелюдимого здания шла молодая женщина. По походке мужской одежде и коротким светлым волосам ее можно было бы принять за симпатичного юношу, но легкий макияж и оранжевый шарфик, выглядывающий из-под воротника, выдавали в ней женщину. Главный секретарь канцлера империи Хильда или хильдергарды фон Мариендорф удостоилась почтительного салюта от часовых охраняющих кабинет Райнхарда, когда они открывали ей двери. Хильда уже занимала такое положение, при котором они делали это как само собой разумеющиеся. Сердечно поблагодарив их, Хильда зашла в просторную комнату и огляделась, ища взглядом Рейнхарда, хозяина этого здания. Красивый молодой человек, главнокомандующий имперскими вооруженными силами, стоял у окна и смотрел наружу. Он оглянулся, тряхнув роскошными золотыми волосами. Истинный Вайн, он был одет в великолепный черный-серебром мундир, облегавший его юное тело. Я отвлекаю вас, Ваше Превосходительство. Нет, все в порядке. Слушаю вас, Фройляйн. Начальник военной полиции, генерал Кеслер, просил передать, что он хотел бы получить аудиенцию, и это неотложно. «О, Кеслер полагает это срочным. Ольрих Кеслер, занимавший одновременно посты начальника военной полиции и командующего обороной столицы, не был абсолютно хладнокровным человеком. Но и не был подвержен беспричинной спешке и замешательству о чем канцлеру и его секретарю было прекрасно известно. Если канцлер считал вопрос срочным, значит, тому были основания. Я приму его. Пригласите. Фактически диктатор империи откинул золотистую прядь, упавшую ему на лоб, изящными, как у скульптора, пальцами. Он никогда не уклонялся от ответственности, которую накладывал на него высокий пост. Этот факт не могли отрицать даже его противники. Когда Хильда повернулась, чтобы выйти, вспышка за окном будто бы распахнула крылья, Плотные облака, затянувшие горизонт, тут и там были пронизаны с полохами бледного света. Гроза. Метеорологический отдел докладывал, что нарастает атмосферная нестабильность, и это вызовет грозы. Барабанные перепонки уловили гром отдаленного электрического разряда, звук постепенно становился более ясным и сильным, пока, наконец, дневной свет не померк, и авангард дождевых капель не ударил в оконное стекло. Олерих Кеслер был чуть ниже ростом, чем его молодой начальник — и немного шире в кости. Он выглядел бесстрашным ветераном военных сражений с его каштановыми волосами, тронутыми сединой возле ушей и седыми волосками в бровях. Ему еще не было сорока, но он казался старше своего возраста. «Прошу прощения, что отвлекаю вас от важных дел, герцог Лоинграмм». Поступила информация, что два уцелевших представителя бывшей высшей аристократии проникли в столицу. Как только я получил эти данные, я счел нужным немедленно доложить. Стоявшего у окна Райнхард посмотрел через плечо на своего подчиненного. «Откуда вы узнали эти сведения, Кеслер? «Был получен анонимный донос». «Анонимный донос?» В голосе молодого премьер-министра явственно прозвучало раздражение. Если бы носителей коварства можно было сравнить с ядовитыми насекомыми, вредящими цветущему саду его души, то среди этих паразитов были бы анонимные доносчики. Он признавал ценность таких информаторов, но не приветствовал и не поощрял этого. Вспышка света зазмеилась на небосводе, взрывом прозвучал гром. Тишина раскололась, как хрупкая ваза. Раскат грома неприятно ударил по барабанным перепонкам. Еще до того, как он отзвучал, Райнхард справился с недовольством и потребовал от начальника военной полиции продолжения доклада. Кеслер кончиком пальца включил маленькую коробочку, которая умещалась на ладони. Небольшое стереоскопическое изображение выросло перед взглядом Канцлера — Молодой человек, не красавец, но с лицом явно выдававшим характер и породу, из-за его улыбка, озарявшие губы и глаза, не было тьмы. Граф Альфред фон Ланберг, 26 лет, один из аристократов, которые участвовали в Люфштадтской войне прошлого года, он сбежал на Физзан после поражения. Рейнхард молча кивнул. Он вспомнил лицо и имя, они несколько раз встречались на церемониях и приемах. и между ними не было неприязни, бесполезной, но и безвредной, если бы этот человек родился в эпоху расцвета династии Голденбаумов, то со своей увлеченностью посредственной поэзией и романами он провел бы жизнь, занимаясь своим литературным хобби. Но он был совершенно не приспособлен для того, чтобы выжить в бурные времена. То, что он присоединился к коалиции, сражавшейся против Райнхарда, было вызвано вовсе не ненавистью, а просто его принадлежностью к высшей аристократии и защитником традиции ценностей, которым он себя причислял. Следом появилось изображение зрелого человека, старше Альфреда, который выглядел как компетентный деловой человек. Капитан Шумахер, служивший Лиге Высших Аристократов, как пояснил начальник военной полиции. Леопольд Шумахер закончил офицерскую школу в 20 лет и через 10 лет достиг звания капитана. Он был незнатного происхождения, но большую часть жизни служил в толовых войсках, а там у него было не так много возможностей проявить себя в бою, как, например, у Миттермайера. С учетом этого можно было сказать, что он неплохо продвинулся по службе. Наделенный здравомыслием, великолепно справляющийся с поставленными задачами, он мог действовать в одиночку, но в случае необходимости мог командовать и большими группами. Он был воплощением надежного человека. Мечтавший собрать лучшие таланты под своим командованием, Рейнхард подумал, что жаль, что в его сети жадного поиска дарования оказалась неожиданная брешь. Ему были почти безразличны материальные блага, но он ценил способных людей». В прошлом году, когда он потерял своего друга Зигфрида Кирхиайса, он особенно ясно понял, что есть потери, которые не возместить никакими усилиями. Однако оставался вопрос, чего ради граф Альфред фон Ландберг и Леопольд Шумахер покинули надежные убежища на Физзане и проникли в контролируемую их врагами столицу Империи – Один. Неожиданно Райнхард встрепенулся. «У них паспорта и миграционные визы с вымышленными именами. Значит, это подделки?» Ответом начальника военной полиции было «нет». В миграционном контроле никто ничего не заподозрил, если бы не анонимный донос, их настоящие личности остались бы неизвестными. Паспорта и визы были подлинными, выпущенные правительством Доминиона Фезан, а значит Фезан, несомненно, был замешан в этом деле. Потому он и пришел просить политического решения его превосходительства, пояснил Кеслер. Договорившись, что инструкции будут даны позже, Райнхард отпустил Кеслера и снова бросил взгляд на небо, Загроможденные грозовыми облаками. Историки Империи сравнивали гнев Рудольфа Великого с громом. Вам известно об этом, Фрой Лейн Мариендорф? Да, я знаю. Очень точное сравнение. Хильда предпочла избежать немедленного ответа, вместо этого разглядывая легендную фигуру канцлера, внимание которого было сосредоточено где-то много дальше, чем вид за окном. Его слова противоречили его тону. Хильда слышала яд в голосе Райнхарда. «То, что мы называем молнией...» При этих словах красивое лицо Райнхарда озарилось белым светом очередной вспышки. В это мгновение он был похож на статую, высеченную из соли. «Это просто бесполезная трата энергии. Поразительный уровень жара, света и звука, но вся эта ярость растрачивается впустую, как раз достойно Рудольфа». Хильда приоткрыла свой красиво очерченный рот, но закрыла его, ничего не сказав. Потому что поняла, что Рейнхард не ждет ее ответа. Но я другой. Я не стану поступать так же. Хильде показалось, что эти слова Рейнхард адресовал частью самому себе, а частью кому-то кого не было в этой комнате. Райнхард оглянулся и посмотрел на юную дворянку. Фрейляйн Мариендорф, что вы думаете об этом? Я хотел бы услышать ваше мнение. Относительно того, почему Лансберг вернулся на Один? Да. Он мог бы тихо сидеть на физзане и мирно кропать свои стежки. Зачем возвращаться, подвергая себе опасности? Что вы об этом думаете? Насколько я знаю, граф Лансберг всегда был романтиком. Ее ответ позабавил Рейнхарда, который не отличался развитым чувством юмора, но на этот раз на его губах мелькнула улыбка. Мне нечего возразить против этого наблюдения, но я не готов поверить, будто бы никчемный поэт вернулся на родину из романтических побуждений. Если бы прошли десятилетия, и он стал стариком, это было бы правдоподобно. Но ведь не прошло еще и года после окончания Гражданской войны. Вы правы. Причины, по которой граф Лансберг вернулся, должны быть более серьезны, чтобы стоить такого риска. И что это, по-вашему? Райнхард получил удовольствие, беседуя с молодой аристократкой. Это был не разговор между мужчиной и женщиной, а неформальная дискуссия интеллектуально равных собеседников. Райнхард искал такого общения, как специй, придающих живость и энергию его мыслям. Романтиков всегда вдохновляла террористическая борьба против сильных мира сего, и тому немало примеров в истории. Возможно, граф Лансберг проник в столицу, потому что жаждет удовлетворить свое чувство долга и свою преданность идеалам. Хильда находила правильные ответы, и она понимала, что до прошлого года это была ролью покойного Зигфрида Кирхиайса, которого никто не мог полностью заменить, настолько неоценимым было его существование. «Под терроризмом надо понимать, что он замыслил убить меня?» «Нет, я так не думаю». «Почему?» Рейнхард выглядел заинтересованно, и Гильда развила мысль. «Убийство служит для того, чтобы отомстить за прошлое, но едва ли годится для создания будущего. Если Райнхард будет убит, то кому достанется его позиция и его власть?» Одна из причин, по которой в прошлом году потерпела поражение Лепштадтская коалиция аристократов, заключалась в том, что герцог Брауншвейк и маркиз Литтенхайм не смогли договориться, кто из них будет править, когда они свергнут Райнхарда. «Когда они свергнут Райнхарда?» Как справедливо полагал генерал Кеслер, есть основания подозревать, что в действиях Лансберга замешан Физзан. А Физзан не может не понимать, что гибель Райнхарда приведет к падению политического строя и экономической разрухи. Физзану это не нужно, во всяком случае, сейчас. Мое мнение таково: если Физан замыслил акт терроризма, то это не убийство а похищение ключевой фигуры. И кто является целью? Я рассматриваю трех человек. Один из них, разумеется, я. Кто двое других? Глядя прямо в его глаза цвета голубого льда, Хильда ответила. «Одна из них — ваша сестра, графиня Грюневальд». Едва Хильда произнесла это, как цвет отхлынул от лица Рейнхарда, предваряя яростный взрыв эмоций. Перемена была столь внезапной, как будто рука невидимого иллюзиониста украла несколько секунд времени. «Если моей сестре будет причинен вред, я заставлю этого никчемного поэта пожалеть, что он родился способным чувствовать боль». Я убью его с такой жестокостью, какую люди даже не могут представить. У Хильды не было оснований думать, что Райнхард не исполнит свою ужасную клятву. Если граф Альфред Ландсберг спровоцирует его, то Райнхард сойдет с истинного пути, и миру будет явлен чудовищный мститель. Герцог Лоинграм, я сказала это недостаточно хорошо подумав. Пожалуйста, простите меня. В этой ситуации невозможно представить, чтобы целью похищения была ваша сестра. Почему вы так решили? Похищение женщины как заложницы ⁇ это против жизненных принципов графа Ландсберга. Я уже говорила, он романтик. Похититель беззащитной женщины заслуживает только презрения, а он скорее выберет другой путь, более трудный и достойный. Действительно, может быть, граф Ландсберг даже в этом захочет остаться плохим поэтом. Но если, как вы полагаете, в деле замешан Феззан, то они предпочтут предельную целесообразность. Феззанцы ⁇ реалисты в самом плохом смысле этого слова. И у них достаточно средств, чтобы заставить Лансберга действовать с максимальной эффективностью, при этом затрачивая минимум усилий. Когда дело касалось его старшей сестры, Анны Розе, графини Грюневальд, у Райнхарда чувства брали верх над рассудком. И пока у него было это ментальное святилище, которое можно было расценить как слабость, Райнхард не пойдет по тому же пути, что и император Рудольф Великий, которого называли «железным колоссом». «Герцог Лавенграм. я рассматривала трех человек как возможные цели похищения». Среди них я прежде всего исключила бы из списка ваше превосходительство. Даже если бы исполнитель, граф Ландсберг, был нацелен на вас, то этого не одобрил бы Физан, который тайно дергает его за ниточки. Следом я исключаю из списка вашу сестру, графиню Грюневальд, потому что маловероятно, чтобы граф Ландсберг даже рассматривал ее в качестве объекта. Поэтому остается третий, кто удовлетворяет целям и заказчика, и исполнителя. И кто этот третий? Тот, кто сейчас носит корону императора – Райнхард не выглядел удивленным. Он сам пришел к тому же выводу, что и Хильда, но его голос все же прозвучал скептически: так вы считаете, что этот стихоплет собирается похитить императора? Для графа Лансберга это не похищение. Для него это акт спасения юного господина из рук врага. Против такого у него нет предубеждения. Наоборот, он с удовольствием бросится исполнить эту миссию. С поэтом все понятно. Но что насчет другой стороны? Что выиграть Феззан от похищения императора? Это мне пока не ясно. Во всяком случае, он ничего не проиграет, если его роль в этом деле официально останется не раскрыта. Действительно, вы правы. Рейнхард кивнул, признавая, что рассуждения Хильды, вероятнее всего, очень близки к истинному положению вещей. Ее выводы учитывали и утилитарную натуру Физзана, и характер Альфреда фон Лансберга, не критикуя их. Итак, это снова Физзанский Черный Лис? Он никогда не выступает сам, только играет на флейте, прячась в тени занавеса и другие пляшут под его дудку, как этот стихоплет, с которого он тоже урвет свой клок. В негромком голосе Райнхарда прозвучало отвращение. Он не испытывал симпатии к никчемному поэту, и ему была ненавистна мысль, что глава Физзана Адриан Рубинский снова может оказаться в выигрыше. «Фрейлейн Мариендорф, я предполагаю, что анонимный донос о явлении Лансберга и его сообщников в столицу был получен от одного из физанских шпионов, так?» «Да. Я уверена, что ваше подозрение обосновано», на какое-то мгновение Хильде показалось, что Райнхард еще улыбнется, но молодой и прекрасный канцлер Империи снова обратил взгляд своих льдисто-голубых глаз за окно, и его лицо приняло суровое выражение, когда он отдался бегу своих мыслей. Часть вторая. Ненастная погода перешла и на следующий день, и утром центральное кладбище столицы было укрыто пеленой мелких капель, которые можно было назвать и дождем, и туманом. Ряды голубых елей в ясные дни, сверкавшие, как кристаллы в солнечном свете, стояли в торжественной тишине, окруженные белесой мглой. Оставив Ландкара ждать ожидать ее, Хильда захватила букет душистых лилий с золотыми лучами и пошла по вымощенной камнями дорожке. Ей потребовалось три минуты, чтобы дойти до могилы, к которой она направлялась. Захоронение не выглядело величественным, и слова, начертанные на белом могильном камне, были очень простыми — Здесь покоится мой друг Зигфрид Кирхиайс. 467 год, 14 января, по 488 год, 9 сентября. Хильда стояла перед могильной плитой, и ее белые щеки были влажными от капель дождя. Мой друг. Много ли существует людей, способных понять истинный вес и значение этих двух слов? Райнхард удостоил своего рыжеволосого товарища, который спас ему жизнь, множество наград и почестей. Гросс-адмирал Империи, военный министр, начальник штаба Верховного командования и главнокомандующий имперскими войсками. Три высших воинских должности Империи были присвоены одному человеку, о чем тщетно мечтали многие военачальники до него. Посмертно. Райнхард признавал, что его друг значил много больше, и на могильном камне были начертаны слова, смысл которых был весомее всех наград и почестей. Хильда положила букет лили на мокрую холодную могильную плиту, она не знала, усиливается или ослабевает цветочные ароматы за влажности. С самого детства она не интересовалась ни цветами, ни куклами, и ее добрый здравомыслящий отец считал это результатом наследственности и окружения. Хельда так и не познакомилась с Зигфридом Кирхиайсом, пока тот был жив. Но в позапрошлом году, во время мятежа костропа, только победа Кирхиайса спасла жизнь отца Хильды, графа Франца фон Мариендорфа. Оставаться в долгу было против жизненных правил Хильды. А в этом случае она считала себя обязанной Кирхиайсу. Накануне Липштадтской войны Хильда уговорила своего отца, что необходимо договориться с Рейнхардом, чтобы обеспечить безопасность дома Мариендорфов, и одним из аргументов было то, что в прошлом году Кирхиайс спас графа от верной гибели. Свои собственные достижения Хильда оценивала не слишком высоко. Зигфриду Кирхиайсу не было равных способностях в интуиции и в преданности. Он был на высоте, и когда действовал в паре с Рейнхардом как его советник, и в индивидуальных операциях во время мятежа костропа битве прям Амрицаре и Рибштатской войны. Если бы он был жив, то в войне против Союза мог бы достичь совершения меняющих ход истории. И все же люди несовершенны. Будь он жив, он мог бы совершить ошибки, и неизбежно у него с Райнхардом возникали бы конфликты и эмоции столкновения идей. На самом деле такое уже случалось. Керхерс был безоружен, когда спас Райнхарда ценой собственной жизни. До того дня у Кирхейса было право носить оружие там, где другим это было запрещено. Отняв эту привилегию, Райнхард пытался уравнять своего ржеволосого друга, половину самого себя, со всеми остальными подчиненными. И последовавшая за этим трагедия продолжала терзать белокурого диктатора своими когтями, Вестерландская бойня спровоцировала между ними конфликт, который так и остался неразрешенным. И теперь, когда уже ничего невозможно исправить, остались только раскаяние и чувство невосполнимой потери. Хильда встряхнула головой, мелкие капли дождя осели у нее на волосах, и она ощущала фантомную тяжесть, давившую ей на плечи. Она снова посмотрела на надгробие, она принесла цветы как подарок от всего сердца, но подходит ли букет и Зигфриду Кирхиайсу? Что, если это проклятие на языке цветов? Наверное, ей следовало бы больше интересоваться цветами. Хильда повернулась, чтобы уйти прочь. Она пришла сюда после долгих сомнений, но в этот день так и не нашла слов, Которая смогла бы сказать покойному. Горная область Фройден широко раскинулась к западу от центра столицы в шести часах езды на Лендваре. Горные хребты, вздымающиеся с трех разных направлений, встречались в одной точке, наползая друг на друга и продавливаясь вниз, превращая землю в череду каменных волн. Горные ряды и водные потоки тут и там меняли направление, пересекая друг друга и порождая глубокие ущелья и цепи горных озер. По мере восхождения растительность менялась от смешанного леса к хвойному, а далее переходила в горную растительность. Еще выше вечные снега искрились бриллиантовой радугой в косых лучах солнца, а вершины горных пиков почти целовали небо. Горные луга и цветущие поляны были разбросаны между лесами и каменистыми грядами, и эти просветы были заполнены горными виллами, которые являли собой идиллическую картину, утопая в окружающей их зелени». Эти виллы почти без исключения принадлежали высшей аристократии, но большинство владельцев погибли или скрылись после поражения в Липштатской войне прошлого года, и теперь многие виллы были заброшены. В будущем они, возможно, будут использованы для общественного блага, но сейчас это были просто пустующие здания. Вилла графини Гриневальд, леди Анна Роза, была выстроена на полуострове, выдававшемся в горное озеро в форме уай Основания полуострова должны были защищать ворота из каменного дуба но их створки были открыты настежь. Хильда решила выйти из машины у ворот. Унтер-офицер, который управлял ландкаром, заметил, что уже довольно поздно, а путь от ворот до виллы не близок и предложил ехать дальше. «Тем лучше. У меня будет шанс хорошенько размяться». Хильда сочла бы серьезные потери, если бы не воспользовалась возможностью насладиться столь чудной освежающей атмосферой. Невымощенная дорожка поднималась по пологому холму сквозь густые заросли лещины, а рядом журчал чистый ручеек. Сопровождаемая унтер-офицером решительной быстрой походкой, особенность которую ее будущие биографы непременно отмечали, Хильда добралась до вершины холма. Деревья неожиданно расступились, и открылся вид на цветущую душистую поляну в дальней части, которой была выстроена двухэтажная деревянная горная вилла. У входа в эту виллу стояла стройная грациозная молодая женщина. Хильда замедлила шаг, чтобы не встревожить женщину внезапным приближением. «Графиня фон Грюневальд, я полагаю?» «А вы?» Мое имя Хильдегарде фон Мариендорф. Я личный секретарь его превосходительства, герцога Лоенграма. Я буду бесконечно счастлива, если вы уделите мне немного вашего драгоценного времени». Глаза глубокого синего цвета коротко смотрели на Хильду. Хильде нечего было опасаться, но она вздрогнула, ощутив напряжение, опустившее корни глубоко внутри тела. «С ней невозможны лошадь увертки», — подумала Хильда. И на самом деле я тоже этого не хочу. Конрад! На этот взов из дома тут же появился подросток. Его белокурые волосы, немного другого оттенка, чем у Анны Розы, сияли в лучах заходящего солнца. На вид ему было не больше 14. «Вы звали госпожа Анны Розы?» «У меня гости, которые должны составить компанию. Пожалуйста, проводи шофера в столовую и накорми его ужином». «Да, госпожа Анны Розы, Унтер-офицер с выражением благодарности и смущения последовал за подростком, и Анна Роза проводила свою молодую гостью в старомодную, но очень уютную гостиную с очагом. «Графини, ведь этот мальчик — Виконт фон Модер?» «Да, он из рода Модеров». Хельда знала, что фамилия принадлежит семье аристократов, которые были противниками Райнхарда. Из-за какого-то странного поворота судьбы Анна Роза стала опекуном этого мальчика. В сезон за окном приближался к периоду летнего солнцестояния, но сейчас солнце уже клонилось к закату. Луч света падал с небес, обвивая золотым поясом далекий лес на склоне. Постепенно этот пояс двигался к краю откоса и, наконец, исчез. Небо становилось все более темным, и вскоре на его фоне уже невозможно было различить границу дальнего леса. Звезды начали заполнять небо своим пронзительным светом, создавая ощущение, что только тонкая пленка атмосферы отделяет от космоса. Хильде вспомнилось чье-то высказывание «Днем небо принадлежит Земле», Ночью оно — часть Вселенной. Младший брат Нароза сражался среди этих звезд с врагами и, уничтожив их, стремился к следующим битвам. Пламя жарко горело в очаге. Весна и лето в горах Фройда наступали на два месяца позже, чем в центре столицы, и говорили, что осень и зима приходят на два месяца раньше. Вечерний воздух за секунды превратился из прохладного в холодный, и огонь, бившийся против этого холода, казалось, срывал тяжелые покрывалы с тела и душ людей. Хильда присела на Софу и, не желая показаться невежливой, постаралась подавить вздох удовлетворения. Но она не могла позволить себе расслабиться и наслаждаться уютом. Когда Хильда изложила цель своего визита, милая краткая хозяйка дома грациозно покачала головой. «Райнхард сказал, что мне необходима охрана?» «Да, у герцога Лоенграма есть основания опасаться, что вы, графиня, можете стать объектом террористической атаки. Я хотел бы надеяться, что она пожелает вернуться и жить рядом со мной, но боюсь, она никогда на это не согласится, и потому я по меньшей мере хочу просить ее дозволения поставить охрану вокруг ее виллы. Так он сказал: Хильда замолчала и ждала реакции Анны Розы. А Анны Роза хранила безмятежное молчание. Хильда предвидела, что не получит немедленного отклика, и понимала, что торопиться с ответом было бы неразумным ходом. Когда Райнхард давал ей это поручение, у него было такое выражение лица которая подходила не великому диктатору, а скорее мальчишке, который боится огорчить свою добрую старшую сестру. «Если бы это было возможно, я хотел бы сам поехать к сестре, но она не согласится встретиться со мной, поэтому я прошу вас». «Сегодняшний мир стал таким, как он есть, из-за этой женщины», — подумала Хильда, не в силах сдержать изумление. Эта милая женщина с кротким выражением лица, в своей скромности напоминавшая солнечный свет ранней весны, была причиной, по которой современная история пришла к своему нынешнему состоянию. 12 лет назад, когда ее забрали во дворец прежнего императора Фридриха IV, история перешла от стагнации к стремительному потоку. Будущие историки скажут, причиной падения династии Голденбаумов стала эта утонченная женщина. Если бы не его старшая сестра, у Райнхарда не было бы мотива к столь стремительному восхождению. На самом деле люди не всегда меняют мир и историю сознательно. «Ветер не осознает, что несет по лицу над пустыней ради того, чтобы расцветали новые цветы, но без сомнения это заслуга ветра». Наконец прозвучал тихий ответ. «Я не нуждаюсь в охране и не заслуживаю ее, Фрейляйн». Хильда и Рейнхард предвидели такой ответ. Как посланник канцлера, Хильда приступила к убеждениям. «Графиня, вы достойны защиты, и сейчас она вам нужна. По крайней мере, так думает герцог Лоенграм. Уверяю, ваша тихая жизнь не будет потревожена». Просто дайте разрешение поставить вооруженную охрану на подходах к вашей вилле». По губам Анны Розы мелькнула тень улыбки. «Давайте поговорим о прошлом. Наш с Райнхардом отец, истратив свое небольшое состояние, был вынужден продать особняк и переехать в маленький домик на окраине города. Это было 12 лет назад. Казалось, все было потеряно, но в то же время было обретено новое. У Райнхарда появился его первый в жизни друг, высокий мальчик с волосами пламя красного цвета и с очень милой улыбкой». Я сказал этому мальчику Зик, стань добрым другом моему брату! Пламя в очаге с громким звуком полыхнуло ярче, а оранжевые сполохи расцвели, заставив задрожать тени рассказчицы и слушальницы. Хельда слушала эту милую женщину, и перед ее глазами вставал скромный уголок на окраине, и перед ее глазами вставал скромный уголок на окраине столицы 12-летней давности. В то время эта женщина была еще 15-летней девочкой, но у нее была такая же, как сейчас, ясная улыбка. Адресованная мальчику, чье лицо от смущения горело ярче, чем его красные волосы, и другой мальчик, похожий на ангела, спрятавшего свои крылья, взял рыжеволосого будущего друга за руку и с поразительной уверенностью сказал: «Решено, мы всегда будем вместе». Тот мальчик с красными волосами сдержал свое обещание. Нет, даже слишком. Он сделал больше, чем я смело просить, то, чего не мог сделать никто другой. Я отняла у Кирхиайса его жизнь, само его существование. Все без остатка. Он погиб, а я продолжаю жить». Хильда молчала. «Я женщина, чья вина слишком глубока». Хильда не смогла ответить. Пожалуй, впервые в своей жизни умная и проницательная дочь графа не находила слов. Это было ее первое поручение, и ей пришлось иметь дело не с красноречивым дипломатом, не с коварным интриганом и не с суровым прокурором. Но Хильда не чувствовала неловкости из-за своего замешательства с ответом. Ей нечего было стыдиться, потому что в этом споре она уступала непревосходству и силе. «Графиня Грюневальд, я заранее прошу прощения за то, что я сейчас скажу, но я осмелюсь это произнести. Если вам будет причинен вред из-за террористического нападения старой аристократии, то останется ли омраченным существование адмирала Кирхиаиса в чертогах Вальгаллы?» В обычных обстоятельствах такое бестактное убеждение вызвало бы у Хильды внутренний протест. Она предпочитала в первую очередь взывать к логике, а не к чувствам, но сейчас это был единственный путь к достижению цели. «И еще. Прошу вас, подумайте не только об умерших, но и о живых. Графиня, если вы покинете его, герцога Лоенграма невозможно будет спасти. Адмирал Кирхиаис был слишком молод, чтобы умереть, но и герцог Лоенграм тоже слишком молод для того, чтобы умерла его душа. Вы так не думаете?» Что-то помимо отблеска в пламени мелькнуло на фарфорово-бледном лице хозяйки дома. «Вы говорите, что я покинула своего брата?» «Герцог Лоенграм хочет заботиться о вас. Подумайте об этом». Если вы примете его просьбу, он поймет, что по-прежнему нужен своей старшей сестре. И это очень важно не только для герцога Лоинграма, но и для более широкого круга людей». Анна Роза смотрела на очаг, но, казалось, не замечала танцующих языков пламени. «Упоминая более широкий круг людей, вы включили в него и себя, Фрой Лейн?» «Да, я не отрицаю этого. Но это важно для еще более широкого круга. Десятки миллиардов жителей Галактической Империи не хотят, чтобы их правитель канул в небытие». Анна Роза промолчала. Еще раз заверяю, что ваш образ жизни не будет потревожен, поэтому прошу вас, позвольте герцогу Лейнграму, нет, господину Рейнхарду, сделать то, о чем он просит. Потому что все, чего он желает, это благо для своей старшей сестры. Некоторое время царило молчание. Я благодарю вас, Фройлейн. Спасибо за то, что вы так отзывчивы по отношению к моему младшему брату. Она с улыбкой посмотрела на Хильду. Лейн Мариендорф, я оставлю все на ваше усмотрение я не намерена покидать этот дом. Во всем остальном поступайте так, как сочтете наилучшим. Я вам крайне благодарна, графиня Грюневальд. Хильда сказала это от всего сердца. Возможно, Анна Роза просто не захотела продолжать непростой разговор, но это было намного лучше, чем получить ее холодный отказ. Прошу вас, с этой минуты называйте меня Анна Роза. Да, тогда и я прошу вас называть меня Хильдой. Было решено, что Хильды и сопровождающие ее офицеры останутся ночевать в этом доме, Хильде была предоставлена гостевая спальня на втором этаже. Конрад принес ей кувшин с водой и в ответ на ее слова благодарности решился заговорить: Позвольте задать вам вопрос. Да, пожалуйста. Зачем вы нарушаете покой госпожа Анны Розы? Она просто хочет жить тихой жизнью. Кроме меня, здесь есть несколько слуг, и этого достаточно, чтобы защитить я. В глазах мальчишки были недоверие и праведный гнев, и Хильда, не показывая этого внешне, посмотрела на него с внутренней доброжелательностью. Душу этого мальчика еще не разъело время, за его убежденностью не было расчета, и его отвага не была запятнана грязью. Даю тебе слово, жизнь госпожа Анны Роза не будет потревожена. Солдаты, которые станут ее охранять, никогда не войдут в этот дом, и зона твоей ответственности ни в коем случае не будет нарушена. Поэтому просто прими как факт, что существуют другие люди, которые тоже хотят защитить госпожа Анны Роза. Конрад молча поклонился и вышел, а Хильда взъерошила пальцами свои короткие светлые волосы. Я глядела комнату. Как и гостиная внизу, комната была не слишком просторна, но несла приметы неустанной заботы. Подушки и скатерть были вышиты вручную. Несомненно, это была работа умелых пальцев хозяйки дома. Повинуясь неясному порыву, Хильда открыла окно, чтобы посмотреть в ночное небо. Вместо необъятного простора, усеянного звездами, небо показалось таким тесным, что чудилось, будто звезды соприкасаются друг с другом. Яркие звезды затмевали свет более слабых, не давая ему достичь земли. «Таковы пути мира и истории человечества», — подумала Хильда. Она не смогла сдержать горькой улыбки при мысли о собственном глупом желании мира и покоя. По крайней мере, здесь было место, где человека окутывало желанное тепло. Здесь было комфортно, и, следуя приглашению бога сна гипноса, Хильда слегка зевнула и закрыла окно. Часть третья. По сравнению с путешествием Хильды в горы Фройден, работа Райнхарда в министерстве была совершенно прозаичной. Ежедневная работа прозаична по определению, а если дело касается дипломатического состязания с Физзанским Черным Лисом, главой Доминиона Адрианом Рубинским или с его подручными, то поэзии, лирики, сантиментам и тому подобному просто нет места. Морально-политические стандарты правительства Физзана Рейнхард никогда не оценивал как высокие, и потому не сомневался, планируя переговоры, основанные на выгоде и расчете: Воин всегда воин, торгаш всегда торгаш, а мерзавец всегда мерзавец, и каждого нужно встречать соответственно. Против физзанской хитрости следовало действовать еще большей хитростью, даже если можно было заставить их бояться силы, способной уничтожить их в открытую, если потребуется. 20 июня, после полудня, посланник Феззана Николас Болтег получил распоряжение явиться в рабочий кабинет Райнхарда. Распоряжение было доставлено служащими военной полиции, и когда вошли 10 вооруженных дюжин мужчин, большинство сотрудников представительства заметно побледнели. Они решили, что это плохой знак, но сам получитель приказа отреагировал иначе. Перед этим Болт и ворчал, что соты из говядины, поданные ему на обед, было плохо приправлено. Но, получив приказ от военной полиции, он внезапно повеселел и даже сделал комплимент одной из секретарш по поводу вырезанной ее блузки, что заставило пессимистов еще больше помрачнеть ибо с древних времен не умирало поверье, если человек делает что-то ему несвойственное, то это недоброе предзнаменование. Пока был и велик канцлеру, мышцы его лица с каждым шагом совершали два заметные миграции, перестраивая мимику. И в кабинет Райнхарда фон Лоенграма он вошел с выражением добросовестного человека. Это высокое искусство осталось незримым для широкой публики и величайшему сожалению безвестного великого актера. «Прежде всего я хочу прояснить одно обстоятельство», — сказал Рейнхард, указывая болтыку на стул и усаживаясь сам. В его голосе был нажим, но на без намека на грубость. «Да, ваше превосходительство. Что именно?» «Вы являетесь полномочным представителем главы правительства Доминиона Физана Дриана Рубинского, или вы просто передаете его поручение?» Болток смотрел на прекрасного имперского канцлера с предельно скромным выражением, но в его глазах появился блеск подозрительности расчета. «Итак, формально верно последнее ваше превосходительство?» «Формально? Я не знал, что физдан чтят форму выше, чем содержание. Могу я расценивать это как комплимент? Я не намерен препятствовать вашей интерпретации. Что ж, Болток неловко подвинулся на своем стуле, Рейнхард усмехнулся уголками красиво очерченных губ и с небрежностью сделал первый выстрел. «Чего именно хочет Филзан?» Болток не изменил своей чистосердечной роли и ответил непонимающим взглядом. При всем уважении, ваше превосходительство, я не имею представления, о чем вы говорите. А, не имеете представления? Да, это выше моего понимания. Это очень прискорбно. Для постановки первоклассной драмы необходим первоклассный актер, а ваша игра слишком примитивна, и это отбивает всяческий интерес. Это было несколько жестоко. Болтекс конфуженно улыбнулся, но он не собирался снимать маску и стаскивать перчатки, и Райнхард это понимал. Очевидно, придется поставить вопрос иначе. На этот раз Рейнхарду потребовалось некоторые усилия, чтобы скрыть явное презрение. «Я спрашиваю, какую выгоду получит Фезан от похищения Императора?» Болтык молчал. «К тому же эта задача может оказаться неподъемной для графа Лансберга. Вам так не кажется?» «Я поражен, как далеко вы смогли заглянуть». Неизвестно, искренне или продолжая играть, но Болтек посмотрел на Райнхарда с восхищением и вздохнул, признавая свое поражение. «В таком случае, ваше превосходительство, вы, разумеется, понимаете, что именно агент физзанского правительства передал то анонимное сообщение». Райнхард не счел нужным ответить, его голубые глаза продолжили холодно смотреть на посланника, в это мгновение оказалось в его жилах течет чистая вода из только что растаявшего льда. «Ваше превосходительство, в таком случае позвольте мне изложить вам наши ожидания». Балтек подался вперед. Правительство Доминиона Фезан хотело бы принять участие в великой сдаче установления господства герцога Лоинграма над всей вселенной. Таковы а намерения Рубинского? Да. В таком случае потрудитесь объяснить, почему вашим первым шагом в этой задаче стало содействие представителям высшей аристократии в похищении Императора. Несколько мгновений Болтек колебался, но потом решил, что пришло время открыть карты. И он заговорил, изображая искренность. «Мы рассуждали таким образом», Граф Ландсберг намерен спасти его величество императора Эрвина Йозефа из рук вероломного захватчика, О, разумеется, это его субъективное мнение. Через Физанский коридор они сбегут на территорию Союза Свободных Планет, и там будет основано правительство в изгнании. О, разумеется, оно не будет иметь никакого политического значения, но герцог Лоенграм не пожелает мириться с такой ситуацией. Безусловно. Таким образом, ваше превосходительство получит законный повод для вторжения на территорию Союза Свободных Планет. Балтик усмехнулся, Казалось, собеседники согласны друг с другом, но на деле это было не так. Рейнхард действительно не мог решить, что ему делать с семилетним императором Эрвином Йозефом. Мальчишка лишь временно занимал трон, который рано или поздно будет узурпирован Рейнхардом, но только тот, кто коронован, может называться императором, и семилетний возраст представлял собой определенную проблему. Узурпацию сопровождает кровопролитие, и клеймодитый убийца останется несмываемым и в настоящем, и в будущем. Обдумав ситуацию, следовало признать, Карта Императора не имеет ценности, пока она в руках Райнхарда. Однако если эту карту скинуть Союзу, она может превратиться в зловещего Джокера, способного уничтожить Союз изнутри. Без сомнения, каждому было выгодно, чтобы эту карту вытянул другой игрок. Если Союз предоставит убежище Императору, то, как и сказал Болтек, у Райнхарда появятся законные основания для вторжения в Союз. Противника можно обвинить в похищении Императора — или наоборот обвинить, что он поддерживает реакционную аристократию, противодействуя прогрессивным реформам в империи. Оба варианта, вместе или по отдельности, были на руку Рейнхарду. Кроме того, как бы ни обернулась ситуация, споры о том, принять или не принять императора, неизбежно вызовут раскол среди политиков и общественности Союза. И это тоже можно будет использовать. И с военной, с политической точки зрения, империя или, правильнее сказать, Райнхард получит преимущество над Союзом. И если простодушно верить речам Физзана, это выглядело очень заманчивым предложением. Но, разумеется, имея дело с Физзаном, между наивностью и доверием Рейнхард не выбирал ничего. «Итак, что я должен сделать? Склонить голову в благодарность за столь щедрое предложение Физзана? Я слышу сарказм в ваших словах. Просто скажите прямо, что вам от меня нужно? Разгадывать истинные мотивы порой увлекательно, но когда это повторяется снова и снова, это становится трудно переварить». От этого выпада Райнхарда не смог уклониться даже такой пройдуха, как Болтек. Хорошо, тогда я скажу прямо: герцогу Линграма достается абсолютная власть в политическом и военном аспекте, а также полное господство во всем, что касается официального управления. А Физан продолжит отстаивать свои экономические интересы во Вселенной, объединенной под вашим господством. В особенности мы заинтересованы в монополии на межзвездные транспортные потоки. Что вы на это скажете? Звучит неплохо, но вы упускаете один момент. Каким будет политический статус Физана? Признание автономии под вашим сюзеренитетом. Другими словами, кроме смены государя, все останется как прежде. Это приемлемо. Однако, если союз не предоставит убежище императору, а как бы хороша ни была пьеса, ее не сыграть без этой страницы, что тогда? Ответ прозвучал даже слишком самоуверенно. В этом случае положитесь на работу Физана. Мы примем все необходимые меры, чтобы план был приведен в исполнение. Если в Союзе найдется достаточно хладнокровный дипломат, то свалившийся на них император может быть разыгран как козырная карта в переговорах с Империей. Невзирая на критику гуманистов и иных чувствительных натур, император доставит прямо в руки Рейнхарда. У Рейнхарда не будет веских причин отказаться, и ему всучат бесполезного Джокера, так он может остаться в дураках в этой игре, Физан обещает предотвратить это. Сначала устроить пожар, а потом героически не дать ему распространиться. Это показалось Рейнхарду забавным, Настало время пресечь эту растущую наглость. Если Физан хочет заключить со мной договор, то есть еще одна вещь, которую я хочу получить. Что именно? Полагаю, это очевидно. Право свободной навигации через Физанский коридор для имперского флота. Физанский посланник не сумел скрыть шокированного выражения. Чтобы ни планировалось на будущее, он не ожидал столь жесткого требования здесь и сейчас. Его взгляд затуманился, в мыслях коротко замкнула цепи расчета и оценки, и он трогнул. Линия обороны Болтака не выдержала удара с неожиданной стороны, и обнаружилось его уязвимое место. «Что вас так удивило? Почему вы не отвечаете?» Торжествующий смех обрушился на голову Болтака, и посланник заговорил, пытаясь спасти ситуацию. «Я не могу ответить вам прямо сейчас, ваше превосходительство. Разве не вы сами сказали, что готовы поддержать установление моего господства? В таком случае вы должны с готовностью принять мое требование. Каким бы справедливым ни выглядел повод для вторжения, он бесполезен, если путь закрыт. Но... поздно отпираться. Или на самом деле вы хотели, чтобы бесчисленными трупами имперских солдат был усеян из Ирландский коридор? Так и есть. После столкновения двух сил, вся выгода предсказуемо достанется Физзану. Ваши предположения заходят слишком далеко, ваше превосходительство. Этот слабый протест остался незамеченным. Смех молодого человека, подобный звуку арфы, острыми иглами вонзился в барабанные перепонки Балтика. Что ж, прекрасно. Физзан защищает свои интересы, но то же самое делают Империя и Союз. Если среди этих трех сил две объединятся, то Физзану лучше оказаться одной из них. Эти слова Рейнхарда окончательно подавили дух Балтека. Молодой белокурый диктатор только намекнул, что Империя и Союз могут объединиться и уничтожить Физзан. И Балтек до глубины души осознал, что Рейнхард никому не отдаст свое право лидерства в вопросах дипломатии и стратегии. Глава вторая. Лабиринт. Часть первая Болток направлялся в приемную канцлера в добром расположении духа, но когда он вернулся в свою резиденцию, настроение у него было прескверным. Каждый шаг ему давался тяжело, как будто бы ноги увязали по колено в грязи. Его подчиненные настроены оптимистично, догадывались, куда дует ветер, и готовились к худшему. Даже самые искренние пессимисты не хвалились на каждом углу, что они предчувствовали неладное. А лишь втягивали головы в плечи, как черепахи в панцирь, и пытались оценить обстановку. Болтак не был деспотичным руководителем, но, как и любой дипломат на службе, он носил одну маску, а в ней ее другую. Белобрысый щенок сделал дерзкий ход, сказал он секретарю. Какой же? Он угрожает присоединиться к Союзу и захватить Физан силой. Нужно понимать, что не только Физан может извлечь из этого выгоду! Уполномоченный представитель Феззана в Империи Болтек мог понять, что человек сдерживает гнев, даже не глядя ему в лицо. Но как он мог на это решиться? Герцог фон никогда бы не объединил свои силы с Союзом. Это предположение абсолютно безосновательно. Подтверждения тому нет. Болтек посмеялся над логикой подчиненного. Будь подобная логика близка к правде, то нынешние лидеры Союза свободных планет ни за что бы не обратили внимания на тайный план Феззана и Империи и Императорский полет — Мысль об этом вообще не пришла бы им в голову. Райнхард каким-то образом узнал об этом от Союза. Если предположить, что все пойдет согласно его плану, то обедненные вооруженные силы смогут уничтожить не только Физзан. Не этому ли Белобрысому отродью удалось столкнуть улыбами недалеких вояк Союза, организовав переворот? У Союза свободных планет был перед Физзаном слишком большой долг, поэтому влияние Физзана на зоны, которые и без того были почти что подконтрольны ему, лишь росло. Но если Физан будет уничтожен, то исчезнут и все долговые обязательства перед ним. Нет гарантии, что беспринципные лидеры Союза не пойдут на поводу собственной жадности. Они тоже могут решиться на удар. Болтек заскрежетал зубами. После разговора с Райнхардом он догадывался, как будут развиваться события. К тому моменту, как он осознал, где же ошибся в своих расчетах, его король уже был загнан в угол шахматной доски и стоял там беспомощный и одинокий. Ему поставили шах. Чтобы избежать окончительного поражения, придется сдаться. Он хмыкнул, подумав об этом Дерзком союзе. Все должно было быть не так. Совсем не так. Допустим, физзан возьмет инициативу в свои руки и с радостью вступит в союз. Используя агента, который будет тайно сообщить информацию о внедрении графа Лансберга, они будут подгоревать обеспокоенность и подозрения Райнхарда, чтобы подготовить наилучшую почву для переговоров. Казалось идея хороша. Но он не смог воспринимать своего оппонента всерьез. Для того, кто всегда признавал мастерство физанских дипломатов и политтехнологов, это была детская ошибка. Каков ваш план, господин уполномоченный? спросил секретарь, собрав, насколько мог волю и чувство долга в кулак. Болтек повернулся к подчиненному, изобразив на лицо самое властное выражение. Что вы имеете в виду? Касательно графа Лансберга и капитана Шумахера, следует ли нам отказаться от наших планов. Избавиться от этих двоих и сделать вид, что мы ни при чем. Ответа у Болтыка не было. Понимаю, вариант не идеальный, но в нем что-то есть. Секретарь втянул голову, ожидая гневной отповеди, но Болтык был погружен в свои мысли. Нужно было подумать и о своем положении. Он проделал путь от советника правителя Доминиона до особого полномочного Физзана в империи, вполне достойный статус по политическим стандартам Физзана. У Физзанцев чувство долго не было на первом месте. К мелким чиновникам относились как к ничтожествам, которым не хватает храбрости и предпринимательской жилки. Высокая должность Болтыка гарантировала ему подобающее уважение, но если он потерпит неудачу в этой важной имперской дипломатической игре и придаст доверие правителя Доминиона, все немедленно посчитают, что такая должность не для него, выгонят и будут презирать как простого чиновника. А если он поддастся на шантаж Рейнхарда фон Лоенграма и откроет Фюзанский коридор для имперского флота? Вне зависимости от того, готовы ли они к войне, монополизация торговых путей мгновенно лишит Фезан независимости и процветания. Фезан не был тоталитарным государством, торговые пути служили эффективным кооперативным механизмом, созданным добровольно для защиты собственной свободы и дохода от конфликтов. По крайней мере, такими они останутся в истории. А ведь есть еще гордые независимые торговцы, которые никогда не отдадут свой драгоценный Феззанский коридор имперскому флоту, кровопролитное восстание будет неизбежным, оно нанесет удар по независимости Физзана и его нейтралитету как торговой нации. Независимость Доминиона была номинально бессрочной. По требованию более чем 20% электората будет созван совет старейшин из 60 членов. Правитель Доминиона будет смещен со своего поста, если это предложение получит поддержку двух третий членов совета. Со времен основания Физзана Леопольда Лапа эта процедура ни разу не была использована, если Адриан Рубинский предоставит имперскому флоту возможность прохода через Физанский коридор, вспыхнет восстание. Если предположить, что события будут развиваться именно так, то Рубинский станет первым правителем Доминиона в истории, которого отстранят от власти. Для Болтека это было немыслимо. Вне зависимости от того, как это было отражено в официальных источниках, Рубинский получил должность правителя Доминиона согласно плану великого епископа Церкви Земли. Все объявления о выдвижении кандидатур, публичные выступления, выборы и подсчет голосов были всего лишь театральным представлением невероятного масштаба для широкой публики. Болт ухмыльнулся. Эти торговцы, что так крепко держатся за свободу и независимость, считающие себя самыми проницательными, прагматичными и умными, ничего не подозревали. На секунду он позавидовал этим простакам-идеалистам, сколотившим ценой огромных трудов свои громадные состояния и уверовавшим, что вся вселенная у их ног. Если Рубинского свергнут, то положение Болтика как доверенного лица экс-правителя будет шатким, а безопасности вовсе под вопросом. До этого момента, даже будучи главным советником правителя, он никогда не ощущал опасности со стороны потенциального противника. Место советника правителя после перевода Болтыка занял Руперт Кисельринг, и с проницательностью человека, куда более опытного, чем кажется, быстро укрепил свое влияние в правительстве Доминиона. Если Рубинского и Болтика свергнут, то этот юнец без тени сомнения займет главный пост, хотя без одобрения великого епископа, настоящего правителя Физдана, о чем не знали 99,9% физанцев, этого не произойдет. Пускай Руперт Кестельринг намеревается занять пост правителя, но пока этот старик кукловод не сделает на него ставку, его мечта так и останется мечтой. Тут сердце у Болтака забилось сильнее. Гарантированную полноту власти над Федзаном может предоставить только рука за кулисами старый великий епископ. Так почему бы не поступить по-другому? С одобрения великого епископа он... Он... Николас Болтек... Сам вполне может стать правителем или даже великим епископом. Не слишком ли дерзкое желание? Даже Адриан Рубинский не создан, чтобы стать великим епископом. Его роль в Совете Старейшин лишь символическая. Возможно, пришло время для Николаса Болтека объединить силы с Рейнхардом фон Лоенграмом и править вселенной. Сегодняшний день был сплошной чередой неудач, Белобрысый щенок поставил им шаг в дипломатической партии, но казалось, что еще можно легко обернуть ситуацию в свою пользу. Вовсе не факт, что они предоставят проход через Физанский коридор, но это могло бы сыграть свою роль в будущих переговорах. У них все еще был козырь в рукаве. Белобрысый щенок не знал о существовании таинственного старика, который простер свои руки, будто черные крылья, во все уголки космоса. Старик был серьезным козырем. Его положение лишь укрепится, вне зависимости от того, прольется ли кровь или удастся сохранить мир. Балтык понимал, что нужно действовать так, как планировалось изначально. Прерывать миссию — не выход. Сомнения в том, что они смогут выполнить эту миссию, и так вызывали недовольство Рубинского. Все слабости придется превратить в сильные стороны, а если кто на это и способен, то только Николас Балтык. Особый уполномоченный взял себя в руки Уверенная улыбка Болтака позволила секретарю, который все это время с беспокойством смотрел на него, вздохнуть с облегчением. План похищения императора будет приведен в действие, он приказал принести шампанское, чтобы выпить за предстоящий успех. Часть вторая Над имперской столицей дождь лил стеной. Глядя на капли стекающие по стекло, Леопольд Шумахер думал о том, насколько нетипичной для этого времени года была такая погода. Обычно в это время улицы были полны солнечного света и зелени, а простолюдины радовались красоте природы, забывая ненадолго о своем недовольстве. Капитан, вы не желаете есть? Стол был уставлен едой и выпивкой, и позади капитана раздался голос графа Альфреда фон Ламсберга, который жадно разглядывал каждое блюдо. Не дожидаясь ответа, он налил себе большую кружку темного пива и залпом осушил ее. Альфред помнил его неизменный насыщенный вкус, физанским напитком было до него далеко. Он был явно не лишен наивного патриотизма. Шумахер молча посмотрел на него через плечо, и хотя он знал, что это пиво сварено на заводе, который финансируется Физзаном, он решил не портить молодому графу настроение. Даже отель, в котором они остановились, финансировался Физзаном и им же управлялся. Так что Шумахер даже цинично подумал, не станет ли скоро сам воздух, которым он дышит, торговой маркой Фюззана. Да и вообще, какого черта он тут забыл? Недовольство собой выветрилось из его головы. Шумахер не мог не заметить, что поведение должностных лиц в Космопорте изменилось в лучшую сторону, если раньше они пользовались своей властью и авторитетом так, как им было выгодно, заискивали перед теми, чей статус был выше, чем их, но угнетали простых горожан, а открыто требовали взяток от всех приезжих, то теперь они выполняли свою работу вежливо и усердно. Изменение законов и порядков показало, что реформа герцога фон Лоенграм опустила корни, по крайней мере, в одной области социальной системы. Шумахер возвратился из изгнания ради того, чтобы увидеть реформирование системы и закладывание основ порядка. В свою очередь, молодой граф Альфред фон Лансберг был опьянен романтическим фалером героического спасения императора. Граф Йоахим фон Ремшейд, прозванный лидером лоялистов, подпитывал устремление графа фон Ландсберга, обещая ему высокое положение в правительстве в и часть земель, о праве на которые правительство однажды заявит. «Главное — не награда, а действие!» — согласился Альфред. Это был веский аргумент. Шумахеру также обещали ранг Коммодора, но это было последнее, о чем он думал. Альфред все еще верил в правоту собственных действий. Шумахер — нет. Галактическая империя ныне лишь жалкая тень была и славы и могущества династии Голденбаумов, пришла в упадок. Приход Райнхарда фон Лоенграма к власти был предрешен распадом Липштадтской коалиции аристократов. Образование правительства в изгнании противоречило самому ходу истории. За спиной прямого рыцарства графа Лансберга и реакционной мечтой графа Ремшейда стояли фязанские реалисты. Их сценарий шел вразрез с жизненным сценарием, тем, что невидимо писала сама история. Если бы Шумахер был свободен в своих действиях, он никогда бы не согласился участвовать в чем-то настолько бессмысленном. Ведь нельзя же обратить движение планетов вспять. Он был вынужден участвовать в этом безумии, и не ради того, чтобы спасти свою шкуру, в случае отказа под угрозой оказались бы все его подчиненные, что бежали из Империи вместе с ним. И тем не менее, Шумахеру было не по себе. Он поклялся, что когда дело будет сделано, он обязательно вставит палки в колеса фюзанской торговли. Но больше, чем мести, он желал того, чтобы те же самые угрозы не заставили его действовать уже против Физзана. Но Шумахера беспокоило не только это. Несмотря на то, что он никогда не был по жизни оптимистом, напряжение было настолько сильным, что любая недобрая весть или мысль грозила вывести его из столь хрупкого состояния покоя. На кону стояла его честь офицера. Предполагалось, что Шумахер с легкостью выкрадет юного императора прямо из-под носа герцога Лоенграма, и создаст правительство в изгнании в Союзе Свободных Планет. Затем он свергнет Лэнграма и триумфально вернется в имперскую столицу на Один. Шумахер был потрясен, выслушав этот план из уст советника правителя Физана Роберта Кисельринга. Казалось, что это лишь безумная несбыточная мечта. Но по мере того, как идея захватывала его, несмотря на внутреннее сопротивление, Шумахер стал видеть в словах и действиях особого уполномоченного Физана в Империи Болтыка лишь скрытные маневры. «Пускай Болтык был тут главным», он не мог ему подчиняться. Шумахер представил себе наихудший сценарий: Фезан расследует похищение императора, а может быть даже понемногу сливает информацию о похищении Луэнграмо, тем самым превращая их в козлов отпущения и рассчитывая получить что-то взамен. Либо это так, либо. Информации было недостаточно, чтобы понять верна ли его догадка. Шумахер почувствовал неприятную горечь в темном пиве, стекающем по горлу. Ему не нравилась перспектива стать пешкой в чьих-то руках ради высокой цели, не говоря уже о менее очевидной. Часть третья. Когда все успокоилось, Шумахер и Альфред стали обсуждать план проникновения в Ною Сан Суси. Чертежи Ною Сан Суси не лежали в открытом доступе, даже с помощью физана их достали с огромным трудом. Эффективный авторитарный режим держит своих граждан в неведении, поэтому принятие превентивных мер против терроризма – необходимость. Территория великолепного дворца была поделена на четыре огромные части. Восточный сад был центром администрации, местом, где проводились все императорские аудиенции и собрания. Южный сад служил официальной резиденцией императорской семьи. В Западном саду, который также называли «задним дворцом», проживали фаворитки императора. А в Северный сад выпускали оленей и лисиц. Это были охотничьи угоди с обширными полями и лесами – Назначение многих других построек и садов было неясным. Дворец занимал площадь в 66 квадратных километров, 2000 фонтанов, 4000 километров мраморных коридоров, 752 беседки. Пожалуй, эти цифры и безумная расточительность говорили о невероятных масштабах дворца лучше всего. Сестра Райнхарда Анны Розы когда-то имела особняк в северной части западного парка. Охрана в NESA на удивление слабая. Поскольку Альфред фон Лансберг был аристократом, он не единожды проходил через дворцовые ворота. В Империи было принято принимать на службу людей из плоти и крови вместо машин. Раньше, хотя эта практика и не восходила к самому блистательному периоду правления Рудольфа Великого, имперские гвардейцы стояли через каждые 20 шагов в садах и коридорах. В последние шесть лет правления Фридриха Третьего, так называемые «багровые годы», царили заговоры, убийства и терроризм, но создание отряда «Драгун» Северного Сада и инфантерии Западного Сада лишь спровоцировало бунт среди гвардейцев. И хотя преемник Фридриха III, Максимилиан Йозеф II, расформировал эти, по сути, личные императорские армии в Северном и Западном Садах, на этот раз причиной тому была опасность, что они объединятся и примут участие в борьбе за престолонаследие, свергнув нового императора. И императрица Зиглинда, бывшая служанка, даже начала носить при себе оружие, чтобы защитить мужа. Всего, однако, не предугадаешь, и император был отравлен. Он выжил, но остался наполовину слепым. Йозеф II обладал качествами доброго монарха, но, вероятно, без помощи кристально честного верховного судьи и канцлера Мюнцера, преданного советника императрицы Зигленды, управлявшего внутренней политикой, его бы рано или поздно устранили. Несмотря на свое увечье, Максимилиан Йозеф не просто спас империю от распада, но также заложил новые основы, за что получил титул великого перестроителя. И тот, кто перестроил империю, развязал бесконечную, можно так сказать, полтора века спустя, войну с Союзом. После этого инцидента настроения сильно склонились к автоматизации, но даже при постоянной смене персонала присутствие солдат во дворце никогда не уменьшалось. Райнхард фон Лоенграм резко сократил расходы дворца, полностью закрыв западные и северные сады, наряду с половиной построек в восточном и южном. Все политические процедуры, за исключением редких конституционных процедур, Планировались и утверждались через кабинет канцлера. Число числавных салонов и вместе с ними роль садов политики резко снизилось. Некогда бессонный дворец потерял свое величие и с каждым днем все больше походил на город призрак. Я проведу нас через Ное Сансуси, когда мы попадем внутрь. Его, видимо, закрыли, но не похоже, чтобы собирались реконструировать. Просто забросили. Сказал Альфред. Он гарантировал, что почти каждая дверь, коридор и ворота будут пригодны для использования. Более того, добавил он почти шепотом, большой дворец полон потайных комнат и проходов, которых так много, что Лоенграм даже не мог подозревать обо всех. А это значило, что их можно эффективно использовать. Шумахер и раньше слышал об этом, но думал, что это всего лишь слухи. Поколения императоров, опасаясь убийств восстаний, строили небольшие комнаты, защищенные двойными укрепленными стенами для убежища или побега, рыли подземные туннели и превратили Ною Сансуси в лабиринт, Входы, в которые скрывали садовые кусты. Эти тайные проходы скрывали много трагичного и комичного. Когда второму сыну императора Вильгельма II, эрцгерцогу Альберту, было 15 лет, он в сопровождении адъютанта императора отправился исследовать подземный лабиринт. Прошло сто лет, а его тело так и не нашли. Говорили, что все спланировала любимая фаворитка Вильгельма II Доротея, родив Альберта от императора, который ее любил. Она стала объектом жгучей ненависти императрицы Констанции. И вот когда императрица заболела и вынуждена была лежать в постели, Доротея, опасаясь, что императрица причинит зло ее сыну, поручила его молодому офицеру, который тайно переправил мальчика в Союз свободных планет, где тот мирно прожил свою жизнь в ссылке. По другой теории все спланировала императрица Констанция, заманив каким-то образом Альберта в подземный лабиринт, где его бросили умирать. Точно известно одно. Сразу после исчезновения эрцгерцога Альберта в глубинах лабиринта вместе со своим адъютантом, Велигельм II умер естественной смертью, а через день после того, как на трон взошел собственный сын императрицы под именем Корнелия II, Доротею без сомнения отравили. Всего через месяц императрица Констанция умерла от необъяснимой лихорадки, впав в безумие. Этого было более чем достаточно, чтобы возбудить в людях любопытство и подозрения, противоречивые истории получили продолжение, Некоторые аристократы утверждали, что видели взрослого Альберта на борту физзанского пассажирского судна, тогда как несколько военных уверяли, что они слышали голос злополучного мальчика, когда осматривали подземный лабиринт около десяти лет спустя. Несомненно, это была трагедия. Спустя пару десятилетий она превратилась в фарс. Корнелий II смертельно заболел, у него не было наследников, поэтому аристократы отчаянно носились туда-сюда, причитая, кто же станет наследником. А вдруг появился человек, который, как говорили, был точной копией взрослого эрцгерцога Альберта, всё в нём заставляло большую часть аристократии верить ему. Карнели II, который все эти годы подозревал мать в преступлениях, призвал своего младшего брата к своему смертному ложу на душещипательную встречу, а аристократы ожидали, что он станет новым императором Альбертом I и соперничали за право первому пасть ему в ноги. Когда Альберту, как называли этого человека, один знатный аристократ безвозмездно предложил свою летнюю виллу, тот поблагодарил его за благосклонность и великодушно обещал дать высокую должность земли. Его популярность все росла, но случилась катастрофа. Его высочество принц Альберт, в первую очередь престола наследия, похитил императорские драгоценности стоимостью более 50 миллионов рейхсмарок и, прихватив молодую служанку, сбежал из имперской столицы на Одине. После него осталась лишь толпа одураченных аристократов и дюжина молодых дам, каждая с разбитой мечтой о том, что она однажды станет императрицей, матерью его ребенка. Половина из этих дам уже носила его позорных, незаконно рожденных детей. А несколько аристократов, носивших имя Альберт, даже сменило имя, чтобы не быть связанными с этим коварным самозванцем. Среди широких слоев населения аристократия стала предметом насмешек. Некоторые задавались вопросом, не был ли этот человек все же настоящим Альбертом, но поскольку дерзкий самозванец исчез без следа, правда не будет открыта никогда. За пять столетий, прошедших со времени правления Рудольфа Великого, но и Сан-Суси опутан разнообразными легендами, поэтическими и прозаическими, словно паутиной. Именно так и сказал Альфред фон Лансберг Шумахеру. «Только и можешь-то красиво говорить, поэт несчастный», — подумал Шумахер, — но Альфред был абсолютно не злобив, к нему невозможно было чувствовать неприязнь. Ему казалось, что Альфред и Мухи не обидят. В отличие от Альфреда, Шумахер не горел желанием поставить свою жизнь на то, во что он не верил. Возможно, конечно, он слишком себя накручивал. Глядя на Альфреда, Шумахер чувствовал, как в нем пробуждается желание добиться успеха хотя бы ради того, чтобы его порадовать. Но куда более интригующей была перспектива покончить с белобрысом щенком раз и навсегда. Часть четвертая. А в это время белобрысый щенок, которого уже успели окрестить жестоким тюремщиком императора, вызвал своего начальника штаба, чтобы обсудить контрмеры. Если генеральный секретарь Пауль фон Оберштайн, начальник штаба имперской космической армады, и был удивлен, услышав от Райнхарда о существовании заговора между Физаном и остатками высшей знати с целью похищения императора, он этого не показал. Он вообще не был человеком, склонным к проявлению эмоций, Серьезным взглядом своих искусственных глаз, оснащенных оптическим компьютером, он посмотрел на молодого правителя и кивнул. Вполне в духе черного лиса Физзана. Сами придумали план, сами привели его в исполнение, дергая за ниточки из-за кулис. Если он и появится на сцене, то разве что его вытащат из оркестровой ямы. Под ударом окажутся другие. Так как вы поступите? Вы планируете согласиться на предложение Физзана и позволить им похитить императора? По губам элегантного имперского главнокомандующего пробежала холодная улыбка. Да, пусть попробуют. Это обещает быть забавным. Нужно ли ослабить охрану дворца? Упростим им задачу. Не надо! резко ответил Райнхард. Дворец и так не особо охраняется. Где-то в мире есть человек, который смог захватить крепости зерлан, не пролив ни капли крови. Так с чего бы это не помогать тем, кто даже не способен похитить императора? Для исполнителей похищения императора спасательная операция. Если она увенчается успехом, это приведет к активации тайного соглашения с Физзаном, а значит и к развязке военного противостояния с Союзом. Если же они не справятся, Райнхард объявит, кто подлинный похититель Императора, что даст ему законные основания для завоевания Фюззана. Вне зависимости от того, как лягут карты, у Райнхарда была свобода выбора. А вот у самоуверенного особого уполномоченного Фюззана Болтыка в рукаве было полно козырей, но у него не было права на ошибку до тех пор, пока они делали вид, что ничего не знают, подобно случайным прохожим, и тайно вели переговоры, компромисс со стороны Физана был неизбежен. Этот идиот проиграл. А проиграл он потому, что недооценил Райнхарда фон Лоенграма, посчитал, что он может стать простой марионеткой, как тот никчемный поэт. Болток так еще заплатит за свои ошибки и высокомерие. Кстати говоря, Берштайн, присмотрите за этим отчаянно преданным жалким поэтом и его шайкой. Сомневаюсь, что вам придется сделать что-то сверх этого, но Фезан может попытаться избавиться от них. В любом случае, позаботьтесь, чтобы этого не произошло. Как пожелаете. Их спасение может сыграть нам на руку. Империя может предъявить их как живое доказательство Фезанского заговора и тем самым давить на Фезан в переговорах. Если Шумахер докажет, что он чего-то стоит, то история обещает быть интересной. Подходящее развлечение для Райнхарда. К слову, я полагаю, что ваши подчиненные следят за бывшим вице-канцлером Герлахом. Искусственные глаза Аберштейна странно блеснули, когда он утвердительно кивнул. И вы уже все подготовили для его поимки? Подготовил. Если он окажется участником похищения, вернее спасения императора, я буду самым довольным придворным всех времен. Возможно, правда о Загоре выйдет на свет, когда мы меньше всего этого ожидаем. Рейнхард пристально посмотрел на лицо начальника штаба, но не увидел ничего, что говорило бы о том, что он шутит. Сомневаюсь. Во-первых, у Герлоха не было ни мужества, ни средств, чтобы идти против Рейнхарда. Во-вторых, даже если бы остатки аристократической партии втянули Герлоха в свои планы, им не только бы пришлось вывести его из имперской столицы, им пришлось бы пообещать ему высокую должность правительства в изгнании, а в этом случае конфликт за власть между ними неизбежен. А поскольку этот никчемный поэт вполне мог быть предателем, вряд ли Герлах решится участвовать в деле. Поскольку граф Лансберг не имеет понятия о связи между заказчиками и исполнителями плана, он может просто навестить Герлоха, желая приобрести нового союзника, или просто поделиться радостью от предстоящего дела. Против их сближения говорила банальная логика. А поскольку Райнхард был обязан довести дело Физзана до нужного ему конца, смысла менять планы не было. «Мы можем лишь наблюдать, но это меня устраивает. Так что будем следить за патриотическими деяниями нашего поэта и его команды». «Само собой разумеется, но...» Тут начальник штаба, глядя на Рейнхарда, своими искусственными глазами кашлянул. Если императора похитят, то ответственный за охрану обязательно попадет под подозрение. Генерал Морд заплатит за это жизнью. Вы имеете в виду, они убьют его? Рейнхард мысленно представил этого честного старого вояку. Генерал Морд — человек старой формации. Даже если в ходе расследования похищения императора ваше превосходительство дарует ему помилование, гордость не позволит ему принять его. Лицо Берштейна было мрачным, он как будто бы упрекал молодого правителя за минутное проявление малодушия. Рейнхард, который знать не хотел о традиции помилования представителей высшей знати, колебался, когда речь заходила о его сторонниках, каким бы глубоким ни было его возмущение, мысль, что невиновный подчиненный может быть казнен в результате его собственных интриг, была ему неприятна. «Мы идем кровавой дорожкой», — пробормотал про себя Райнхард. «Если бы Зигфрид Керхиайс был жив, он ни за что бы не согласился сделать Морта козлам отпущения». Когда Райнхард использовал вестерландскую трагедию в качестве политического маневра, Керхейс предостерегал его от действий, продиктованных скорее отсутствием жалости, чем гневом. Однако Рейнхард потом не сожалел о потере адмирала Кемпфа. Понял, Это жертва необходима. Когда придет время, все вину мы свалим на морта и только на морта. Непосредственный начальник морта Кеслер. Кеслер исключительный человек. Если глава военной полиции станет преступником, то войска падут духом. Объявите ему выговоры и уменьшите жалование, и все на этом. Начальник штаба вздохнул. «Если позволите ваше превосходительство, вам может быть неприятно это услышать, но я бы сказал только одно. Невозможно прорубить дорогу через густой лес, не выкорчевав несколько деревьев и не сдвинув несколько камней». Холодные голубые глаза Рейнхарда уставились на Оберштейна. В них читалась проницательность, но не жестокость. Они казались странным образом привлекательными. «Вы как будто читаете лекцию о микеавелизме ученикам средних классов. Думаете, я всего этого не знаю?» как вам угодно, ваше превосходительство. Просто иногда вашему преданному слуге кажется, что вы забываете элементарные вещи. С самого начала человеческой истории все герои забирались на вершину власти не только по трупам своих врагов, но и союзников. Нет такого монарха, который не запятнал бы свои руки в крови, и все его подчиненные об этом знают. Смею напомнить, что даровать смерть – один из способов отплатить за верность. Не означает ли это, что вы охотно пролете свою собственную кровь, если понадобится? Если понадобится. Я запомню ваши слова. На этом все. Свободно! Голос Райнхарда звучал раздраженно, но Берштайн почувствовал, как он постепенно смягчался. На мгновение ему захотелось что-то сказать, но он, не открывая рта, поклонился и ушел. Первым, кто поприветствовал Оберштейна дома, был старый далматинец, он радостно завилял хвостом и пропустил хозяина в прихожую. Дворецкий приветствовал Берштейна, протянул руки, чтобы забрать верхнюю одежду хозяина, и поинтересовался, вино какого урожая он желал бы к сегодняшнему ужину. «Никакого. Я ожидаю вызова от герцога Лоенграма в любую секунду. Не время для выпивки. Достаточно мягкого ужина». Когда он заканчивал ужин, зазвонил в видеофон, и на экране появился адъютант Рейнхарда Артур фон Штрейт. «Господин начальник штаба, герцог Лоенграм срочно вызывает вас к себе». Герцог все еще у себя в кабинете канцлера. Пожалуйста, проследуйте туда. Сказал контр-адмирал фон Штрейд вежливо и официально, хотя ему и показалось странным, что Оберштайн носит форму даже за ужином дома. В искусственных глазах начальника штаба читалось отсутствие необходимости объясняться. Коротко поприветствовав начальника штаба во второй раз, канцлер обошелся без любезностей и перешел прямо к делу. Я кое-что забыл. Что же? Не говорите мне, что вы не понимаете, о чем речь. Если бы не понимали, то не явились бы по моему вызову так быстро. Премного благодарен. Я просто предположил, что вы уже подумали, кто может заменить Эрвина Йозефа на престоле. И что вы думаете? Подсказало ли ваше сердце достойного кандидата? Этот диалог, заставивший бы ахнуть любого, был для них чем-то сродни разговору о погоде. Внучка третьей дочери принцессы бывшего императора Людвига Третьего. Отец – граф Пегниц, не принявший участие в прошлогодней гражданской войне. Все, что его интересует, коллекция прекрасных статуэток из слоновой кости. Мать, племянница графа Бодендорфа. Это девочка, но быть может пришло время императриц? Сколько ей лет? Пять месяцев. Ни выражение лица Оберштейна, ни его тон, не говорили, что он шутит. То, что Райнхард рассмеялся, объяснилось его кипучим характером. Семилетний ребенок уступал место пятимесячному дитя. Тому, кто еще даже не умеет говорить, предстояло стать властелином вселенной представителям всех народов, защитникам галактического порядка. Вряд ли вселенная видела когда-нибудь такое безумство. Взрослые будут кланяться и унижаться перед грудничком в пеленках, для которого звание высоких чиновников и адмиралов — пустой звук, и чьи детский лепет им придется принимать за императорское откровение. Так как вы намерены поступить? Будете искать других кандидатов? Было ощущение, что фон Эберштейн скорее приказывает, чем спрашивает. Улыбка исчезла с лица Рейнхарда. И он медленно кивнул. Ладно, трон получит этот сосунок. Для ребенка, конечно, не самая забавная игрушка, но вот любой другой был бы счастлив ее заполучить, даже будь он единственным ее обладателем в космосе. Вторая такая будет лишней. Отлично. К слову, похоже, что граф Пегнис задерживает некоторые выплаты за статуэтки слоновой кости. Он впутался в мутную историю с торговцами. Как будем решить проблему? Цена 75 тысяч рейхсмарок. Позаботьтесь об этом. Будет нехорошо, если отец будущей императрицы окажется в долговой тюрьме. Необходимые средства возьмите из казны Имперского министерства имущества. Как пожелаете. Эберштейн поклонился, встал и отправился домой. Если бы у него было право занять трон самому, он бы все устроил как надо, подумал Рейнхард. Но пока, хоть он и пользовался этой властью как своей, ему было сложно расправить крылья. Пять веков нахождения династии Голденбаумов на вершине политического Олимпа принесли лишь социальные проблемы. Чрезмерное богатство, классовые привилегии, политическое неравенство. И вот после пяти веков гниения золотое дерево наконец погибнет. Возбуждение от желанной мести охватило его, но из-за неприятной мысли к горлу подкатил ком, и ему резко захотелось плюнуть. Немного поколебавшись, он так и сделал. Часть пятая. Успех плана Леопольда Шумахера зависел от отвлекающего маневра. В тот момент, когда Альфред фон Лансберг и Шумахер собирались проникнуть в Ноэ Сан-Суси, в другой части имперской столицы должны были произойти диверсии в государственных структурах от армейских округов до полиции. Альфред отнесся к этому скептически. «Идея неплохая, но герцог Лоенграм не дурак. Он это предвидит». В отличие от других аристократов, он не называл Райнхарда белобрысым щенком. Просто жест вежливости, Такое же, как сам Шумахер выражал Альфреду. И все же стоит попробовать. Пусть этим займутся физанские агенты. Но это неправильно. Они и так тайно поддерживают наше благородное дело. Разве этого недостаточно, капитан? Шумахер смотрел на дело иначе. Их действия вовсе не были благородными, и единственной причиной, почему он оказался втянут в дело Альберта, это тот факт, что за всем этим стоял Физзан. Но он держал эти мысли при себе. Верно. Не стоит намного рассчитывать. Более того, капитан, мы и так привлечем внимание тем, что используем слугу династии Голденбаумов. Понятно, вы правы, конечно, сказал Шумахер, хотя на самом деле так не думал. Возложение на Физан прямого проведения диверсионных актов превращало их из простых соучастников в непосредственных исполнителей. Неважно, что они попробуют противопоставить Физану, этого все равно будет недостаточно. Если что-то пойдет не по плану, даже Физан не сможет гарантировать, что Альфреда и Шумахера не продадут герцогу Лоинграму. Так почему бы не набить подходящую цену фюзанскому секрету? Шумахер снова почувствовал, как на него накатывает раздражение. Настоящий военный, сражавшийся против лучших из лучших на поле боя, он чувствовал, что его втянули в какую-то бесперспективную историю. «Вы не из тех, кто хоронит свою карьеру, копаясь в навозе», сказал Руперт Кистельринг, советник правителя Доминиона. И хотя не было никакой необходимости выделять кого-то вроде него из остального человечества, «Может быть, он и правда был рожден для такой жизни?» Как ни парадоксально, молодой советник говорил правду. «Гораздо важнее то, капитан, как мы попадем внутрь», сказал Альфред с должным выражением. «Я планирую пройти этим маршрутом. Он идет под Северным садом, а выход наружу скрыт под постаментом памятника Сигизмунда I в Южном саду. Поскольку он проходит по закрытой части дворца, шанс, что нас обнаружат, невелик». Палец Альфреда активно двигался по карте и, Особый уполномоченный Физзана покровительственно заявил, когда передавал эту карту, что она решит все его проблемы. Туннель начинался в подземном хранилище под зданием Имперского общества естественной истории. Его протяженность составляла 12,7 километров, а построил его пять поколений назад предок Альфреда по приказу императора Георга II. Этому же самому предку император пожаловал в награду за верную службу собственную служанку. С тех пор девиз его рода гласил «Спасение престола в путях неведомых». Выполнение этой важной миссии было предопределено мне судьбой пять поколений назад. Одна проблема – необходимо выяснить, как проникнуть в общество естественной истории, хотя и не такая сложная по сравнению с тем, как проникнуть в сам дворец. Заботы Шумахера не касались судьбоносности миссии графа фон Лансберга. Он был погружен в мысли о том, сколько факторов должно сложиться воедино, чтобы его собственные планы воплотились в жизнь. Пока он изучал карту, вопросы лишь накапливались. Часть шестая. Вечером 6 июля граф Альфред фон Лансберг и Леопольд Шумахер проникли в подземелье сан Сансуси. Ночью того же дня неподалеку от южных пригородов имперской столицы были мобилизованы отряды полиции, чтобы раскрыть тайный оружейный склад радикальных республиканцев. Но несмотря на то, что им удалось правильно определить местонахождение склада, действительно полного оружия, они никого не задержали, Особый полномочный Физана Болтик подготовил все, следуя указаниям Шумахера. В три дня был отремонтирован и заполнен оружием и снаряжением подвал заброшенного дома, что превратило его в настоящий склад. Этого было достаточно, чтобы замести их следы в ту ночь, но Шумахер приказал уничтожить склад, чтобы создать еще большую суматоху. Чтобы скрыть операцию от гражданских властей и новостных агентств, у выхода из имперского общества естественной истории, где начинался секретный проход, их ожидала машина. После того, как они вернутся, она должна была немедленно доставить их в резиденцию Болтика, там они должны были оказаться в безопасности. Шутка ли, они выкопали глубоченный туннель, чтобы избавить императора Галактической империи, правителя всей вселенной, от страха, предательства и смерти. Даже Шумахер не мог избавиться от ощущения, что они выглядят как идиоты, двигаясь по этому тоннелю. Что ж, по крайней мере, им не придется пройти все расстояние пешком, да и по поверхности путь займет больше времени, чем под землей. Шумахер сидел за рулем небольшого четырехместного ландкара на солнечных батареях, он был изготовлен из специального органического материала, подобного смоле, который при контакте с определенной смолой начинал плавиться. Шумахер не планировал оставлять следы. Поскольку тоннель был построен исключительно для практического использования, он был лишен украшений в стиле Рококо, в отличие от любой другой постройки, которой приложил руку династия Голденбаумов. Полукруглый свод тоннеля высотой в 2,5 метра был укреплен железобетоном. Чтобы облегчить спасение императора, пять поколений назад глава семейства фон Ландсбергов установил всевозможные устройства, которые должны были задержать потенциальных преследователей, но и они давно были позабыты. Подъехав к серой стене, они вышли из машины. На потолке тускло светился флуоресцентный круг. Альфред приложил кольцо на указательном пальце левой руки к его центру. Секунд 10 до них доносился глухой гол а затем потолок беззвучно открылся. Через пять минут они вышли в южный сад и проникли в нужный дворец. Во времена прежнего императора Фридриха IV стражники уже сто раз остановили бы их и заставили объясняться, кто они такие, но, как ни иронично, время играло за них. Императорские покои находились на широком балконе второго этажа. На кровати под балдахином сидел в одиночестве мальчик. Он, еще совсем ребенок, был одет в роскошную шелковую пижаму и сжимал в объятиях плюшевого мишку который был размером почти с него. Непрошенные гости заметили, что мальчик был светловолосый, кореглазый, с узким подбородком и гладкой бледной кожей, но тут мальчик поднял глаза и увидел, как двое взрослых входят в его комнату. «Ваше Величество!» Голос молодого графа дрожал от благоговения. Этот мальчик, объект безграничного почтения Альфреда, был никто иной, как правитель Галактической Империи, император Эрвин Йоза II. Дитя император посмотрел на молодого аристократа, преклонившего перед ним колено в знак почтения. Его лицо выражало безразличие, но не потому, что его разбудили посреди ночи, он уже не спал, когда они вошли, а потому, что в нем не было ни капли детской непосредственности. Когда Альфред наконец решился что-то сказать, юный император прервал его, указав пальцем на Леопольда Шумахера. «А этот почему не встает на колени?» — спросил он визгливо. «Капитан, перед вами сидит его величество император, правитель всей галактики!» Циничный Шумахер был не в настроении для церемоний, но сохранил холодный рассудок. Видя, что Альфред настаивает, он опустился на колени, не из уважения к императору, но потому что жалел своего подельника. Шумахер изобразил самый нелепый поклон, какой мог. В борьбе с абсурдностью всей сцены это было лучшее, что он придумал. И он был бы рад, если бы это было в последний раз». Ваше Величество, я ваш верный подданный, граф Альфред фон Лансберг. Я пришел вызволить вас из рук предателя. Поскольку ситуация крайне необычная, прошу простить меня за любую грубость с моей стороны. Рискнуть собственными жизнями, служа вашему величеству, лучшая награда для ваших покорных слуг. Демонстративно игнорируя страстную речь своего преданного слуги, семилетний император терзал своего плюшевого мишку. Казалось, что слова Альфреда для него ничего не значили, но он, похоже, их просто не понимал. Для его возраста было вполне естественно не понимать торжественную речь Альфреда, произнесенную с таким тактом, но Альфред, рыцарь, патриот и романтик до мозга костей, ожидал, что молодой господин окажется светочем ума и всех добродетелей. В глазах Альфреда промелькнуло отчаяние, но он убедил себя, что слуга не должен задавать вопросов, и то, что ему доверили это задание, уже великая честь. Он решил, что будет воздерживаться от возвышенных речей. Семилетний император безразлично дергал медведя за ухо, Окончательно его оторвал и бросил одноухого медведя на пол. Он лениво встал с кровати и повернулся спиной к двум ошарашенным мужчинам. С ребенком совершенно точно что-то было не так. Ваше, ваше величество! Голос Альфреда выдал его замешательство. Поведение императора разбило вдребезги весь романтический ореол. Альфред не надеялся на особую благодарность и похвалу, но по крайней мере он думал, что правитель великой империи, пусть даже его детская версия, окажет ему совсем иной прием. В речи, поведении и внешности Эрвина Йозефа, к сожалению, не было ничего ангельского, что ожидаешь увидеть в человеке его положение. «Граф, что будем делать?» – спросил Шумахер. Альфред пожал плечами и тут же начал действовать. Он подскочил к священному и неприкосновенному императору и схватил его сзади. Император сдал пронзительный крик, Шумахер рукой быстро заткнул ему рот – Альфред, извинившись за то, что ему пришлось пойти на столь радикальные меры, даже сейчас переживал, что, как слуга, не может соблюдать правила этикета. Из-за двери послышался женский голос. «Ваше Величество, все ли в порядке?» На мгновение двое мужчин застыли как вкопанные. Пока Шумахер держал сопротивляющегося ребенка. Альфред вытащил свой лазерный пистолет и быстро спрятался в тени двери. Показалась хрупкая фигура женщины лет 30 в ночной рубашке, без сомнения, это была императорская няня или гувернантка. В других обстоятельствах Шумахер задал бы ей пару вопросов о дисциплине и образовании Эрвина Йозефа. Женщина подошла к огромной кровати с балдахином и споткнулась о плюшевого мишку. Она подняла его, заметила, что у него оторвано ухо, тяжело вздохнула, будто бы это случилось уже не в первый раз. «Ваше Величество!» Снова позвала она, но тут разглядела фигуры похитителей. Она раскрыла рот, но крик замер у нее в горле, когда она увидела оружие в руке Альфреда. К их общему счастью, она потеряла сознание и рухнула, как кукла на пол. Похитители услышали шум шагов, они приглянулись и стали спасаться бегством. Это было не спасение, а самое настоящее похищение. Стыдливо упрекнул себя шумахер. Он сочувствовал графу Лансбергу, но все дело превратилось в невероятный фарс с участием самого неблагодарного ребенка в мире и двух взрослых, движимых несбыточной мечтой. Если это изменит ход истории, то не фарс ли история сама по себе? Несомненно, служанки немедленно известили дворцовую стражу о произошедшем, но то ли из-за растерянности, то ли из-за неприязни к партии Райнхарда со стороны старых имперских придворных слуг, солдаты начали действовать только минут через пять. Глава Дворцовой Стражи генерал Морт спал в пристройке к зданию Дворцовой Стражи, но оказался на месте, как только получил доклад о подозрительной активности. Прежде всего, желая лично убедиться в благополучии императора. Но престарелый Камергер был слишком взволнован, чтобы даже коротко описать ему произошедшее. «Где его величество, император? Это все, что я хочу знать!» Тон адмирала Морта не был ни резким, ни яростным, но атмосфера все равно была устрашающей. Пугливые слуги не могли ей сопротивляться, Престарелый камергер с трудом взял себя в руки, собрал в кулак все свое достоинство и как мог описал злоумышленников, проникших во дворец и похитивших императора. «Почему вас этого не начали?» Морт обругал Камергера, но не желая тратить время на выяснение тяжести его вины, он вызвал своего адъютанта и спокойно приказал ему прочесать дворец. Лицо адъютанта стало каменным, когда он, получив приказ, выбежал из комнаты, чтобы поднять своих людей. «Не думаю, что такие вещи стоит держать при себе, господин Камергер!» Камер лишь кивнул в ответ. Выражение лица Морта говорило, что он больше беспокоился о том, что его обвинят в халатности, чем о безопасности императора. Простые же солдаты не знали, что император похищен, ему не нужно было знать. Они лишь услышали, что произошло что-то серьезное, схватили свои тепловизоры, приборы ночного видения и разбежались по обширной дворцовой территории с ее более чем сотни тысяч частных домов, подобно хищникам, что охотятся в ночи. Наконец, сбежал адъютант Морта и сообщил положение дел. С помощью инфракрасного излучения обнаружили следы какой-то подозрительной активности, исчезающей где-то около памятника императору Сигизмунду Первому. «Похоже, что там есть подземный ход, который ведет наружу. Но я не решусь поднять руку на статую императора без разрешения вышестоящего. Я немедленно продолжу расследование, если вы дадите согласие». Морт стоял молча, как изваяние. Только теперь он вспомнил, что слышал о том, что под Ною Сан-Суси находится огромный лабиринт. Подобно тому, как похитители проникли во дворец, в сердце старого ветерана проникло ощущение сокрушительного поражения. Он всегда гордился, что делает все возможное, чтобы выполнить возложенные на него обязанности, и до сегодняшнего дня ему это удавалось. И отныне о его достижениях будут говорить в прошедшем времени, если вообще будут говорить. Улерих Кеслер преодолел все трудности на поле боя, Звание генерала он получил благодаря собственной храбрости. Но когда он услышал новость о похищении императора, его бросило в дрожь. Переодеваясь в военную форму, он отдал приказ закрыть все космодромы, выставить блокпосты на основных дорогах, ведущих из столицы Империи в пригороды, и мобилизовать полк военной полиции. Кто мог пойти на такое ужасное преступление? Его маск перебрал сотни имен, пока не остановился на двух. Граф Альфред фон Лансберг и Леопольд Шумахер. Но разве герцог Лоенграм на днях не ослабил за ними наблюдение? И почему все произошло именно сейчас? Сначала лицо Кеслера выражало шок, затем обеспокоенность, и, наконец, окончательно помертвело, как будто бы он смотрел в бездну. Усилием воли ему удалось надеть маску спокойствия, и он, одетый в безупречную черно-серебряную форму, покинул свою резиденцию. Глава третья. Стрела выпущена. Часть первая. 7 июля в 3.30 утра канцлер Галактической империи герцога Рейнхарда фон Лоенграма разбудило срочное сообщение главы военной полиции генерала Кестлера. Когда на экране видеофона Кестлер почтительно поклонился, Рейнхард подумал «Итак, они все же сделали это». Такой ход дела его вполне устраивал, Решение ослабить наблюдение за графом Ландсбергом, как и планировалось, принесло свои плоды. Вскоре после того, как Райнхард приехал к себе в офис, прибежала Хильда. Девушка была главным секретарем канцлера империи и, будучи фигурой такого масштаба, всегда получала донесения от дежурного офицера. Кроме нее сразу же прибыли главный адъютант Райнхарда контр-адмирал Штрейт, второй адъютант, теперь уже старший лейтенант Рюке и капитан Кислинг, глава имперской гвардии. Капитан Гюнтер Кислинг был молодым офицером 28 лет, жесткими волосами цвета меди и глазами цвета топаза. За эти глаза и его необычную способность передвигаться почти беззвучно, даже когда он ходил в военных ботинках, те, кто хорошо к нему относился, сравнивали его с пантерой, а те, кто не любил, с кошкой. Но Райнхард доверил ему свою спину не из-за этой характеристики, он увидел в нем особенное сочетание храбрости и самообладания, по-настоящему отличающее его от других. Его выдающийся позлужной список участников многих боевых конфликтов также не послужил причиной выбора Рейнхарда, а был лишь приятным дополнением. Вскоре появился генерал Кеслер в сопровождении генерала Морта. Под пристальным наблюдением ближайших офицеров Рейнхарда, они оба опустились на колени перед своим господином и просили прощения за то, что позволили похитителям уйти. «Я бы предпочел, чтобы вы, Кеслер, вместо принесения извинений за свои ошибки, исполнили свои прямые обязанности». «Просто сделайте так, чтобы его величество не покинул столицу!» Кеслер откланялся и отправился отдавать приказ о мобилизации подразделений военной полиции. В голове у него крутился вопрос, заметил ли кто-нибудь, что он старательно избегал смотреть в глаза своему молодому господину. Морт остался в одиночестве, он все еще стоял на коленях, а тяжесть вины склоняла его голову все ниже и ниже. Ледяной взгляд Райнхарда упал на затылок Морта, но по причинам иным, чем все подозревали, злиться ему было не на что. Но он не желал, чтобы кто-нибудь об этом узнал. Выбора уже не было, тетива уже была натянута, оставалось лишь выпустить стрелу. «Генерал Морт, завтра...» «Стоп! Завтра уже наступило, не так ли?» «Я сообщу вам о вашем наказании сегодня в полдень. До тех пор вы будете находиться под стражей в вашем офисе, Подготовьтесь, чтобы потом у вас не было ни о чем сожалений». Морт склонил голову еще ниже. Он понял намек молодого лорда и тихо вышел, благодарный, что вообще еще жив. Рейнхард смотрел вслед удаляющемуся Морту и чувствовал, как бесстрашные, проницательные, голубовато зеленые глаза графини Хильдегарды фон Мариндорф прожигают в нем дыру. «Вы что-то хотите сказать мне, Фройлейн?» «Лишь то, что уже говорила вам не так давно. Скажем, про вероятность того, что Физан мог прислать своих агентов, чтобы кое-кого похитить». Да, я помню. Ответ Райнхарда был холоден и сух. Герцог Клоэнграмм, вы усилили охрану поместья вашей сестры. В сложившейся ситуации это логично. И все же, мне кажется, это странным, вы не усилили охрану императора в той же мере и тем самым позволили ему попасть в руки похитителей прямо у вас на глазах. Хильда позаботилась о том, чтобы ее голос звучал спокойно, но суть ее слов задела Райнхарда за живое. Тем не менее, это не испортило хорошего настроения имперского канцлера. И какой вывод вы из этого сделали, Фройлейн? Вот что я думаю. Вы, герцог Лоенграм, объединились с Физзаном и специально позволили им похитить Императора. Я не ошибаюсь? Хильда не любила ложь, и Рейнхард не собирался ей лгать. Не ошиблись. Хильда разочарованно покачала головой. Прекрасный имперский канцлер почувствовал, что ему нужно как-то объясниться. Но вот что я вам скажу. Я не объединился с этими... этими фюзанцами. Я просто использую их. Я ничего им не обещал. Вы думаете, что сможете обвести Фезан вокруг пальца? Как будто они не пытались проделать то же самое со мной. Подумав об этом, Райнхард сплюнул с откровенным презрением. Только после этого он рассказал Хильде о деталях своей беседы с уполномоченным болтыком. Хильда слушала, и поскольку с каждым словом реальностью больше соответствовало ее предположениям, ее хрупкие плечи поникли. Означает ли это, что вы собираетесь начать полномасштабное вторжение в Союз свободных планет? «Верно. Но это решение было принято давным-давно. Ход событий лишь приблизил его начало. Так или иначе, вряд ли можно найти более подходящее обоснование для вторжения». «И принесение в жертву генерала Морта – тоже часть вашего великолепного плана? Это не коснется его семьи?» Понимая, что это не служит ему оправданием, Райнхард прекратил разговор взмахом руки. Через час второй адъютант Райнхарда, лейтенант Рюки, сообщил, что генерал Морт совершил самоубийство. Райнхард молча кивнул, тем самым дав приказ потрясенному Рюке принять все необходимые меры, чтобы не пострадала ни честь Морта, ни его семья. Райнхард начинал понимать, насколько произошедшее было пропитано лицемерием, но лучше было поступить так, чем сидеть сложа руки. Если ему суждено понести наказание за свои поступки, то рано или поздно карающий меч правосудия найдет его. Он не знал лишь, кто будет держать его в руке. Он вызвал Хильду. Соберите всех адмиралов и командующих флотами. «Как прикажете, герцог Лоинграм?» Райнхард не знал, как правильно интерпретировать промелькнувшую у нее на губах улыбку, была ли она знаком примирения или же дурным предзнаменованием. Часть вторая. В составе имперского космического флота было три адмирала флота. Пауль фон Оберштайн, Вольфганг Миттермайер и Оскар фон Руенталь, а также 10 адмиралов Август Самой Вален, Фриц Йозеф Беттенфельд, Корнелиус Люц, Найхард Мюллер, Адальберт Фаренхайт, Эрнест Меклингер, Карл Роберт Штаймец, Хельмут Ранненкамф, Эрнст фон Айзеннах и приравненный к этому званию Ульрих Кеслер. Мюллер все еще был прикован к постели после ранений, полученных в битве за Изерлон, а Кеслер возглавлял расследование похищения императора в условиях строгой секретности. Оставшиеся 11 высших офицеров прибыли по приказу Райнхарда. Можно было подумать, что каждого из них вырвали из объятий приятного сна, подобно тому, как невидимая рука расцвета прогоняет темноту. Похоже, что ни одному из них не удалось хоть немного поспать. За прошедший год имперский флот лишился Зигфрида Кирхиайса и Карла Густава Кемпфа. Но несмотря на это, адмиралы Райнхарда были полны энергии. Своим холодным взглядом Райнхард оглядел зал собраний. «Сегодня в найо сан произошел небольшой инцидент». Сказал Райнхард, словно преуменьшая значимость произошедшего: Похитили семилетнего мальчика! Ветра не было, но показалось, что воздух задрожал, когда эти храбрые видавшие виды войны одновременно задержали дыхание и резко выдохнули. Если бы человек не мог сообразить, кого же могли похитить из ноя Сансуси, он бы не сидел в этой комнате, невозмутимым казался лишь Аберштейн, но другие адмиралы списали это на то, что этот человек был вообще лишен эмоций. Я поручил поиски Кеслеру, но похитители до сих пор не пойманы. Я бы хотел услышать ваше мнение по этому поводу, прежде чем решить, как действовать дальше. Можете говорить свободно. Очевидно, что похитители, уцелявшие аристократы, обеднившиеся, чтобы восстановить свое влияние, не вижу причин подозревать кого-нибудь другого. Сказал Миттер Майер, за что был вознагражден одобрительными возгласами своих товарищей. И все же похитить его Величество Императора? Нельзя недооценивать организационные способности и силу аристократов. Интересно, кто у них лидер?» – произнес Вален. Разноцветные глаза Руэнтоля блеснули. «Что бы ни случилось, тайное скоро станет явным. Как только их задержат, Кеслер заставит их говорить». А если они каким-то чудом уйдут, то можете быть уверены, они обязательно оповестят всех о своем успехе. Какой смысл в похищении, если они не собираются раструбить об этом повсюду? Думаю, что вы правы. В этом случае нам надо будет принять ответные меры. Посмотрим, готовы ли они к этому». В отличие от Люца, Беттенфельд не сомневался. «Более чем готовы, я бы сказал. Может быть, они даже используют Императора против нас как щит. Хотя это и бесполезно». «Согласен, но пока они достаточно уверены в себе, чтобы ускользнуть из наших рук». «Когда это они успели обнаружить в себе смелость? Они не могут вечно бегать от нас, пока они в Империи. Может быть, они хотят создать секретную базу где-то на границе Империи?» Что-то вроде Второго Союза Свободных Планет?» В этот момент общее напряжение прорезал спокойный голос Пауля фон Оберштейна. «Думаю, нам следует пока отбросить вероятность создания Второго Союза Свободных Планет и сфокусироваться на том, что реально существует. Пускай кажется, что аристократы и республиканцы несовместимы, как масло и вода, мы не можем быть уверены, что они не объединятся в незаконный союз, чтобы не допустить установления гегемонии Лоенграма. Если похитители сбегут в Союз Свободных Планет, Будьте уверены, что отреагировать будет не так-то просто. Союз свободных планет? воскликнули одновременно несколько адмиралов. Хотя все знали, что у герцога Ленграмма повсюду были враги, они не ожидали, что остатки коалиции аристократов объединятся с Союзом свободных планет. Разве консерваторы, реакционеры и республиканцы? Это не две совершенно разные планеты. Как и сказала Ровенталь, местонахождение Его Величества скоро станет известно. Пока же не будем делать поспешных выводов. Если мятежники, называющие себя Союзом Свободных Планет, замешаны в этом вероломном заговоре, будьте уверены, они за это заплатят. Жадность ослепила их, и они еще хорошенько пожалеют об этом. Горячая речь Райнхарда окрылила его адмиралов, и они выпрямились, снова обретя решительность. А пока причины отсутствия императора объявим болезнь. Поскольку государственная печать хранится в кабинете канцлера, работа правительства не будет нарушена. Но есть кое-что, что должен выполнить каждый из вас — «Во-первых, кроме присутствующих в этой комнате, никто не должен узнать о похищении императора. Во-вторых, ваши флоты должны быть готовы к немедленному вылету. О дальнейших действиях я сообщу позже. Мы тут уже с раннего утра, так что на этом все. Свободны». Адмиралы отдали честь, Рейнхард удалился, и они вернулись к исполнению своих обычных обязанностей. На выходе из кабинета миттер Майер положил Рейнтелю руку на плечо и предложил. «Не желаешь позавтракать у меня дома?» Его жена Евангелина была превосходной хозяйкой, так он всегда говорил, и ему еще предстояло попробовать ее фирменное блюдо, которое она назвала «Ураганный волк». Заманчивое предложение, но откажусь. «Пожалуй, нет ничего плохого в том, чтобы иногда давать себя уговаривать. Время от времени». Плечом к плечу прошли они по коридору, по пути кивком поприветствовав нескольких солдат. Даже в такой критический момент герцог Лоенграмм сохранил свое холоднокровие. «Узнаю нашего командующего». — сказал с восхищением Миттермайер. Он просто пытался начать разговор, но эти слова не выходили у Рейнтали из головы. Спасение Императора из рук его могущественного подданного было чем-то из области фантастики, поэтому он не мог поверить, что кто-то мог самостоятельно решиться на такой безумный поступок. Это должно было быть кому-то выгодно. И герцогу Лоенграмма не в последнюю очередь. Если бы Райнхард приказал убить семилетнего Императора, то его бы тут же напрямую обвинили в жестокости, а вот похищение позволило бы ему остаться в стороне и не запачкать рук, в этом случае герцог Лоенграм мог бы использовать очевидную вовлеченность Союза Свободных Планет в заговор как предлог для начала такого масштабного наступления, какого Союз еще не видел. Эта драма, которая потрясет все человечество, на самом деле лишь прелюдия к военным и политическим переменам, Адмирал почувствовал, как в нем бурлит кровь. А быть может, она бурлила лишь потому, что перед ним стоял волнительный вопрос, какое будущее выбрать. Думаю, что развертывание флота может начаться в любой момент. Огромного флота! пробормотал Миттермайер. Сам ли Митермаер пришел к такому выводу, или же на него так повлияли догадки, высказанные Роенталем. Роенталья сам не знал. В любом случае, нюх людей, занимающих высокие посты, в военное время работает куда лучше, чем у большинства, поскольку они ощущают едва уловимый дух перемен. В голове у обоих молодых адмиралов, двойной звезды имперского флота, вертелась одна мысль. Вторжение на территорию Союза через Азерлонский коридор означало, что им предстоит встреча с командующим крепостью Азерлон Яном Венли, человеком, который в мае превратил их товарища Карла Густава Кемфа в космическую пыль. Даже если они и смогут победить его, то им предстояла долгая упорная битва. Рейнтайли и Миттермейр уважали своего противника, но они не подозревали, что Рейнхард рассматривает возможность вторжения в Союз через Физанский коридор. Часть третья. На планете Физан, отделенной от имперской столицы Одина десятками тысяч цветовых лет непроглядной тьмы, правитель Доминиона Адриан Рубинский слушал доклад своего главного советника Руперта Кисельринга. По словам графа Альфреда фон Лансберга и Леопольда Шумахера, после спасения из Ноя Сан-Суси, юному императору удалось пройти неопознанным через поисковую систему имперской военной полиции. Его спрятали в секретном грузовом отсеке Росинанта, торгового судна, направляющегося на Физан, которое должно было прибыть через две недели. На Физане не должны будут объединиться с графом фон Римшейдом и имперскими беженцами-аристократами и потребовать убежище, как только вступят на территорию Союза Свободных Планет. Известие об этом должно потрясти всех, кроме немногих избранных. Выслушав доклад, Рубинский поднес руку к своему мощному подбородку. «Император сбежал, но герцог Лоенграм вряд ли займет трон сам. Сперва он посадит на него марионетку. Согласен, если он будет претендовать на престол сейчас, так скоро это уничтожит империю, ну или, по крайней мере, ей будет нанесен смертельный удар. Его администрация уже занимается этим вопросом, но он делает ставку на серьезный военный успех, чтобы утвердить свое лидерство и авторитет. Подозреваю, что он этого добьется. В любом случае, герцог Лоенграм всегда на шаг впереди». «Да и Болтык действует отнюдь не себе в ущерб». «Да, об этом. По данным моих источников, похоже, что его действия оставляют желать лучшего». Рубинский повернулся к молодому главному советнику, своему собственному сыну, и прищурился. И все же герцог Лоенграм не принял никаких мер, чтобы помешать похищению императора. «Переговоры Болтыка с герцогом фон Лоенграмом, очевидно, дали свои плоды, разве нет?» «На первый взгляд, да, выглядит это именно так». Но взгляните на Балтика не как на простого исполнителя, а как на непосредственного участника. И вы увидите, что отчет выгоден именно ему. «Имеешь в виду, что Балтик работает на себя?» «Именно так». Руперт Кесселеринг специально сообщал Балтику компрометирующую информацию. Этот человек однажды может стать у него на пути, а потому должен быть устранен от власти как можно скорее. Руперт Кесселеринг не желал проигрывать, даже достойно. Болтек был полон уверенности, когда вел переговоры с герцогом Лайнграммом, но когда он вернулся в свой офис, уверенность сменилась крайним недовольством. Болтек легко был способен предположить, что переговоры с герцогом Лайнграммом могут привести к неожиданным последствиям. Вероятно, он свысока отнесся к способностям герцога, и не стоило начинать торговаться изначально. Может быть, Лейнграм планировал подтолкнуть их к похищению юного императора с самого начала, дать им показать свою силу, а затем воспользоваться этим и взять ситуацию под свой контроль. Как только юный император прибудет на Физзан, об этом станет известно герцогу Лоенграму, который тут же присоединится к спектаклю. Он разыграл слишком много козырей, это была серьезная оплошность. Однако, если Болтыку пришлось пообещать герцогу Лоенграму право прохода через Физзанский коридор, даже Руперт не мог не позлорадствовать над ошибками противника. Предоставление флоту империи прохода через Физанский коридор, чтобы она расширила свои владения, было вполне логичным шагом, но на этот шаг нужно было идти максимально настороженно, и, что более важно, нужно было выторговать правильную цену. Не было смысла изначально ставить себя в невыгодное положение. Руперт считал, что герцогу Лоенграмма Союз нанес серьезный удар, и поэтому он попался на приманку в виде прохода через Физанский коридор. А если противник попал в беду, можно усилить свои позиции, протянув ему в качестве одолжения руку помощи. Но Руперт предпочитал держать при себе свое мнение, не раскрывая свои скрытые мотивы, даже если это означало необходимость терпеть насмешки. «Не беда, если ошибка была, так и грозит последствиями только ему самому. Беда, если из-за этой ошибки над всем Физзаном нависнет серьезная угроза, когда твой противник Герцог Лоинграм будущее туманно. Я еще не готов сказать, что он подвел нас. А ты скорные выводы, как будто в этом деле собаку съел. Император еще даже не прибыл на Физзан». Руперт начал было возражать, но передумал. Он почувствовал, что неправильно радоваться ошибкам соперника в открытую, причины просчетов Болтыка рано или поздно выяснятся. Кроме того, Руперту в голову пришла циничная мысль, что если ошибка Болтека приведет к падению Рубинского, то ему следует надеяться на то, что Болтек действительно ее совершил. Когда Физзанский коридор сдадут имперскому флоту, многочисленные граждане, которые верят в независимость и нейтралитет Физзана, будут в бешенстве. Как поведет себя Черный лис Физзана? решит опереться на военную мощь имперского флота и пойдет на все? Прибегнет к власти Земли и заставит всех подчиниться? Или благодаря своей популярности и политической хитрости сам будет решать проблему? Как бы он ни поступил, ему предстоит серьезно изменить долгую историю физзана. Такое не проходит бесследно, становилось все интересней. Покинув офис правителя, Руперт Кислеренко выехал из столицы, чтобы нанести визит аристократу-изгнаннику Гарафа фон Ремшайду в районе Измаил, путь, куда заняло у него почти полдня. Известие об успешном спасении Императора привело его в восторг. «Хвала Одину! Тут не обошлось без его вмешательства! Все же есть в мире правда!» Граф фон Рэмшейд попросил прощения за вырвавшийся у него смешок и приказал принести бутылку белого вина урожая 82 -го года. Искренне поблагодарив графа за вино, Руперт предложил перейти к обсуждению вопросов под грифом «Совершенно секретно», которым относилось бегство Императора в Союз Свободных Планет, Граф изгнанник кивнул. «Я взял на себя смелость составить список министров правительства в изгнании. Учитывая срочность ситуации, он может слегка нуждаться в изменении». «А весьма кстати». Конечно же, составлялся этот список в скопочках срочно. Рамшейд положил глаз на кресло канцлера сразу после того, как узнал о планах спасения Императора, даже если он и не обладал нужными качествами для этого поста. Для человека с его политическими амбициями было естественно стремиться высоко. Если вы не против граф, я бы очень хотел взглянуть на этот список. Предвидев эту просьбу, граф уже вкладывал список в руки Руперта. Его раскрасневшееся от вина лицо расплылось в улыбке. Хотя эта информация должна быть секретной, но, учитывая, скольким мы обязаны Феззану, вам стоит узнать о его составе. Разумеется, ваше превосходительство получит полную поддержку Феззана. Нам придется занять соглашительскую позицию. Но прошу вас, будьте уверены, что даже повинуясь Лоинграмму, мы останемся по-настоящему верны лишь вашему превосходительству». Руперт благоговейно взял листок бумаги, на котором красовалась надпись «Состав законного правительства Галактической Империи» и пробежал глазами колонку фамилий. Генеральный секретарь и государственный секретарь – граф фон Ремшейд. Министр обороны – адмирал флота Меркац. Министр внутренних дел – барон Радбрух. Министр финансов – Виконт Шетцлер. Министр юстиции – Викон Гердер. Министр императорского двора – Барон Хазингер. Главный секретарь кабинета министров – Барон Карнап. Руперт оторвал взгляд от списка и посмотрел на аристократа, которого он презирал, с трудом соорудив на лице улыбку. «Я очень высоко оцениваю ваши выборы и усилия. Вы, конечно, заметили, что в списке большое число изгнанников. Уверяю вас, они клянутся в вечной верности его величеству в долгой перспективе они могут нам помешать, но будут полезны в сложившейся ситуации. Я лишь прошу вас верить в нас и в тех, кого мы от вашего имени выберем. Надеюсь, вы не будете возражать, если задам вам один вопрос. Вполне естественно, что ваше превосходительство возглавит кабинет в должности генерального секретаря. Но почему бы вам не занять должность имперского канцлера? Граф фон Ремшейд выглядел одновременно польщенным и смущенным этим вопросом. «Я, конечно, думал об этом, но этот шаг будет лишним. Я бы предпочел занять место канцлера после того, как я вернусь в имперскую столицу Один по приказу Его Величества». «Если такое его подлинное желание», — подумал Руперт, — «то странно сдерживаться с самого начала». «Пусть так, но вы просто обязаны взять эту ношу на себя. Мы, не говоря уже про всю галактику, не можем позволить герцогу Лоенграмму получить возможность поставить под угрозу жизнеспособность законного имперского правительства». «Согласен, но...» Граф фон Ремшит уклонялся от ответа. Тут Руперт понял, что он и так оказал более чем достаточную поддержку высшей аристократии, оставшейся в имперской столице, и что лучше избегать принятия решений, которые сыграют на руку лагерю Луэнграма. «Давайте отложим этот разговор на другой день». Как мы поступим с похитителями Его Величества, графом Лансбергом и капитаном Шумахером? О, мы о них не забыли! Граф Ландсберг займет должность заместителя министра обороны. Шумахера повысили до командора. Он планирует стать адъютантом Меркадса. Все же он воевал против этого белобрысого щенка. Руперт вновь взглянул на имя человека, который должен был занять пост министра обороны. Велебальд Йоахим Меркац – верховный командующий вооруженных сил аристократии в прошлогодней Липштадтской войне. Серьезный тактик, за него говорил 40-летний опыт битв. Похоже, что этот видавший вида солдат, который теперь носил титул приглашенного адмирала в Союзе и был советником Яна Венли в крепости Изерлон, должен был противостоять Райнхарду Лоенграму. Почти полвека он жил жизнью простого способного военного, преданного Империи. Логично, что именно адмирал Меркадс должен стать министром обороны, но к чему склоняется он сам и чего хочет Союз? «Верю, что он поступает согласно своим принципам. Пока Союз будет признавать правительство в изгнании, они а охотно позволят Меркацу быть его частью». «Понятно. А как мы поступим с войсками под его командованием?» Вопрос был бессмысленным, и Рупер даже не задумывался об этом, охваченный эмоциями. К чему он обычно не был склонен, Рупер считал, что перед ним был тот тип порочного аристократа, чесловие которого, убившее в нем все добрые устремления, превышало его способности». Руперт испытывал к этому человеку отвращение. Его отец, Адриан Рубинский, прекратил бы этот диалог задолго до того, как он зашел в такое русло. Хотя Руперт и не осознавал этого, в самом вопросе крылась насмешка, а вот его собеседник прекрасно это почувствовал. Радость графа Ремшейда быстро остыла, но он не показал виду. «Беспокойство среди беженцев растет. Нельзя позволять им самоорганизовываться и тренироваться без надзора. Чтобы решить проблему, нужны деньги». Если вас волнуют затраты, то не стоит переживать, просто скажите, сколько средств вам необходимо выделить и считайте, что они уже ваши. Вы слишком добры? Руперт не сказал безвозмездно, он ни слова не сказал об официальном отчете о расходах и проведенной ревизии. Как только долг законного имперского правительства перед Фезаном достигнет определенного уровня, им придется действовать более осторожно. Будучи одним из отцов-основателей правительства, Руперт всегда знал, что она не сможет погасить свой долг, Несчастному мальчишке-императору суждено отправиться в небытие из-за прихоти небольшой кучки людей. Этому бесславному предприятию суждено было умереть по заранее подготовленному плану, но, конечно, если ребенок окажется энергичным и амбициозным, как, например, Руперт Кистельринг, это совсем другое дело. Это всего лишь догадка, одна из многих, что вертелись у него в голове. Для юноши, устойчивого морально и физически, каким был сам Руперт, поставившего себе целью оказаться на вершине политического Олимпа, время было наивысшей ценностью. Попросив графа фон Ремшейда сделать копию списка кабинета министров правительства в изгнании, он удалился. День уже давно сменился вечером, и холод начал ощущаться в сухом воздухе. Он договорился о ночлеге. На следующее утро ему предстояло явиться в главную резиденцию правителя. Руперт родился в 775 году космической эры или в 466 году по имперскому календарю. Он был на год старше Райнхарда фон Лойнграма. в этом году ему исполнится 23 года. Кисель фамилия его матери, одной из многих любовниц Дриана Рубинского, а может быть она была для него единственной. Рубинский не был невероятным красавцем, но определенно женщин притягивала к нему как магнитом. Будущим биографам придется сильно постараться, чтобы выяснить их личности. Официально Адриан Рубинский не имел детей, и тем не менее, вот он и я» думал Руперт, криво ухмыляясь. Его отец был агентом Земли, а значит, самым мерзким человеческим отбросом, который когда-либо обманывал народ Физзана. Каков отец, таков и сын. Получалось, что Руперт был человеческим мусором. Руперт прибыл в великолепный особняк в округе Шепхорн. Он открыл окно лэндкара и приложил ладонь к стойке ворот. Когда отпечаток был подтвержден, резные бронзовые ворота беззвучно отворились. Владельцем особняка была дама, обладавшая многими достоинствами, хозяйка ювелирного магазина, собственного ночного клуба, владелица нескольких грузовых кораблей. Она к тому же была еще и певицей, актрисой и танцовщицей. Но все эти достоинства не имели особого значения. Поскольку она была одной из любовниц Адриана Рубинского, ей не суждено было войти в историю в качестве значимой персоны, несмотря на то, что она была важным закулисным источником влияния на политиков и торговцев. Последнее время Рубинский навещал ее реже, поэтому, наверное, правильным было бы назвать ее «запасной любовницей». Восемь лет назад она, Доминик Сен-Пьер, работала певицей в клубе и влюбилась в Рубинского с первого взгляда. Ей было тогда 19 лет, а он еще не получил титул правителя физзана. Рубинский рассказал ей, как он был очарован ее живыми танцами, как прекрасно она пела, какое впечатление на него произвел ее ум. Она была красивой женщиной с каштаново-рыжими волосами, но не такой красивой, как другие, поэтому жила относительно незаметной жизнью. Женщина встретила гостя внутри особняка и заговорила с ним певучим голосом. «Я так понимаю, ты останешься на ночь, Руперт?» «Да, хотя отца мне не заменить». «Не глупи. С другой стороны, эти слова настолько в твоем стиле. Не желаешь чего-нибудь выпить?» «Конечно, сперва я бы выпил. Позволь мне попросить тебя об одолжении, пока я еще трезв». Спросил младший из двух любовников Доминик, когда она принесла ему бутылку ярко-алого яблочного виски и несколько кубиков льда из бара. А в чем дело? Есть такой епископ церкви Земли Дексби. Я его знаю. У него неестественно бледное лицо. Я хочу узнать его слабости. Она спросила, не потому ли его это интересует, что он хочет сделать Дексби союзником. Нет, чтобы он склонился передо мной. Высокомерность этого ответа и его тон казалось более слишком резкими. Быть может, он был просто раздражен. И ему предстояло сражение, которое станет для него суровым испытанием. Ему не нужны были союзники, равные ему самому. Руперту был нужен тот, кто пойдет ради него на жертву без вопросов. Со стороны кажется, что он настоящий аскет, но я сомневаюсь, что это так. Если он строит из себя аскета, то достаточно какой-нибудь одной детали, компрометирующей его образ, и он окажется у меня в руках. Сказала Доминик. А если он и правда аскет, ничего. Людям свойственно меняться, если дать немного времени. Есть еще кое-что, что нам понадобится. Деньги. Не беспокойся об этом. Я сделаю все, что потребуется. Эти же слова сказал ему недавно граф фон Рэмшейд. Жизнь советника правителя не так уж и плоха в этом плане, да? Ты же говорил, что в ней есть свои дополнительные плюсы. Так или иначе, дело с изгнанниками, аристократами и землей подходит к развязке просто безумие. В этой стране постоянно один пытается перешагнуть через другого. Но я не дам никому перешагнуть через себя. Вот увидишь». На вечно грациозном лице Руперта на секунду, казалось, отразилась борьба с мимолетным предчувствием беды. Он вновь наполнил свой бокал алым напитком и выпил одним глотком, наслаждаясь даже не его вкусом, а обжигающим ощущением. «Горло и живот горели. Я выйду из этой мясорубки победителем», — сказал себе Руперт. Впрочем, эти же слова говорили себе и все остальные. Часть четвертая. Росинант был крупнейшим частным торговым кораблем Фюззана, не связанным ни с одной крупной межзвездной торговой компанией. На его борту находились император Эрвин Йозеф II, Альфред фон Лансберг, Леопольд Шумахер, представитель Физзана в Империи Болтек и еще четыре юных служанки малолетнего императора. Подобные безболетники оказывались на борту этого корабля далеко не в первый раз. Складские помещения «Рассенанта» были достаточно просторными, чтобы там могли разместиться незарегистрированные пассажиры. Потайные двери открывались с помощью системы распознавания голоса, а теплая вода, нагретая до температуры человеческого тела и циркулирующая между внешней и внутренней стенками, делала использование инфракрасного излучения для просвечивания склада бессмысленным. На самом деле беженцы были самым большим источником дохода «Рассенанта», Нахождение секретных пассажиров на борту капитана Бамеля каждый раз оставалось тайной для имперской инспекции. Бамель всегда знал, когда достигнуть нужного результата, понимал, когда нужно косить под дурака, но а когда просто бессовестно дать взятку. Уполномоченный Болтек, как представитель Фезана в Империи, специально выбрал этот корабль, чтобы вывести Эрвина Йозефа Содина. Боммеля рекомендовал непосредственно уполномоченный болток, и поскольку ему заплатили заранее, он сделал все возможное, чтобы доставить свой благородный груз на физан благополучный с комфортом. Конечно, принципы запрещали ему пытаться определить, кто же является его грузом, и потому, несмотря на то, что ему в голову закрадывались мысли, что взрослый мужчина, молодой паренёк, четыре женщины возрастом около 20 лет и в придачу ребенок составляют довольно странную компанию, он знал, что лучше не совать нос в чужие дела. Он даже поручил своим офицерам обслуживание пассажиров. Они приносили им еду и заботились об их удобстве. Предполагая, что предприятие окончится успехом, он держал в голове вполне реальную вероятность, что при необходимости к нему и дальше будут обращаться за перевозкой именитых пассажиров. Беспокойство ухватило Бамеля сразу, когда корабль получил разрешение покинуть космический порт Одина. «Этот маленький дьяволенок просто невыносим!» объявил один из членов утомленного экипажа после того, как отнес еду новым пассажирам. Когда его спросили, откуда у него волдыри на левой руке, он ответил, что ребенок швырнул в него целую миску тушеной курицы, потому что ему не понравился ее запах. Когда одна из девушек попыталась остановить его, он дернул ее за волосы, и она заплакала. Только после этого вмешались мужчины, даже Бомеля поразило услышанное. Похоже, что родители ужасно его разбаловали. Он не знает, что такое хорошо, что такое плохо. Сдается мне, все эти знатные ублюдки такие же. «Так или иначе, придется кому-нибудь другому носить ему еду. Я умываю руки!» С этими словами он направился в лазарет, чтобы вылечить ожог. Бомель послал другого члена команды, но он вернулся с глубокой царапиной на лице. А когда третий вернулся с подбитым носом, даже такой опытный торговец, как Бомель, растерялся и не знал, что делать. Перевозка горных львов не входила в сделку. Он запротестовал и попросил, чтобы ему было оказано должное уважение. Элегантный юноша поклонился и вручил ему внушительную сумму. Бомель хотел было удалиться, но тут он заметил шрама на руках лица одной из девушек: Простите меня за дерзость, но детям нужна строгая дисциплина. Непослушный ребенок ничем не лучше дикого зверя. Девушка лишь едва улыбнулась ему в ответ: если раньше Бомель считал, что эта девушка, старшая сестра или тетя, то теперь он подумал, что она должна быть служанка. Только по прибытии на Физзан, когда он выгрузил свой груз. Его осенило, что ребёнком на его корабле был никто иной, как священный и неприкосновенный император Галактической Империи. Когда в баре под названием «Делакорт» он услышал сообщение из Союза Свободных Планет о похищении императора, он опустил взгляд на дно чашки, стеснутый в левой руке. «Не знаю, император ли герцог Лоенграм или же амбициозный человек, но если тот выродок усядется на троне, вся нация обречена». Когда Бомеля лично принес Эрвин Йозефа второму еду, тот укусил его так сильно, что на левой руке остался след от зубов в виде полумесяца. Если обладатель этих зубов будет в бешенстве, поскольку что-то пойдет не так, как хочет лично он, насилие будет его единственным ответом. Глава 4. Законное правительство Галактической империи. Часть первая. В момент, когда императора Эрвина Йозефа II похищали со столичной планеты Галактической империи Одина, передовая база Союза, крепость Зерлон, все еще пребывала в Сонном царстве. Яну Венли, командующему крепостью Зерлон и Зерлонским патрульным флотом, был 31 год, что делало его самым молодым адмиралом в истории вооруженных сил Союза. Это было худое и среднего телосложения мужчина с черными, слегка непослушными и длинными для военного волосами, и челкой, которую он по привычке убирал со лба. Он знал, что ему уже давно следовало подстричься, но после того, как прошлой весной его отчитали за длинные волосы, он решил их оставить. Он всегда был из тех людей, что идут налево, когда им недвусмысленно приказывают идти направо, но и берут на себя ответственность за последствия своего своеволия. Глаза у него были угольно-черные, но добрые. Один биограф позже скажет о нем «Ум, обернутый в благородство, и благородство, обернутое в ум». С этой характеристикой согласились бы все, кто его знал. Говорили, что черты его лица непримечательны, но привлекательны. Но ему было далеко до элегантности его противника, Райнхарда фон Чаще всего его описывали, довольно точно, как человека, выглядящего моложе своих лет и похожего на кого угодно, но только не на военного. Не то чтобы Ян Венли не понимал этого сам. Вопреки своему желанию стать историком, в 20 лет он получил звание капитана третьего ранга, после того, как успешно спас гражданских с планеты Эльфасиль. В 28 лет он за год был трижды повышен, став контр-адмиралом после битвы при Астарте, вице-адмиралом после битвы при Изерлоне и адмиралом после битвы при Амрицаре. Говоря о его военных подвигах, достаточным свидетельством его доблести были бесчисленные вражеские солдаты, которых он отправил в могилу. На поле боя он был творцом, но он же всегда самым первым и преуменьшал значение собственных достижений. Быть солдатом, часто говорил он, это работа, которая ничего не дает ни цивилизации, ни человечеству. Он хотел как можно скорее выйти в отставку, чтобы жить на заработанную пенсию, отдыхать и провести остаток жизни над написанием своего исторического Опус Магнум. После отражения атаки имперского флота во главе с крепостью Гейсбург в мае, Ян неделю пролежал с простудой, и с тех пор, как встал с постели, с каждым днем напряжение постепенно уходило. Юлиана Минца, приемного сына Яна, повысили до Мичмана. Юлиан смотрел на Яна и думал, не тратит ли адмирал свое время впустую, занимаясь всей этой умственной гимнастикой, размышлениями о великих тактических противостояниях или о глубокой философской истории. Однако Юлиан был склонен переоценивать мыслительную активность и тяжесть ежедневных забот Яна. На деле Ян и лишь подписывал документы, ожидая одобрения своего привычного надсмотрщика контр-адмирала Алекса Кассельна и адъютанта лейтенанта Фредерики Гринхилл. Последние два месяца он коротало время в центральном командном пункте, читая книги по истории и разгадывая кроссворды, делая перерывы лишь на чай и сон. Иными словами, он особенно не перетруждался. Поле его разума было перепахано, оно поросло сорняками и кишило насекомыми, и всячески требовало обработки, однако его хозяин заботился лишь о идее сне. Полное желание потратить свое время на что-то творческое, он начал писать эссе под названием «Вино и культура». Но вывел лишь пару строк, и вдохновение покинуло его. Да и то, что он написал, было просто ужасно. «Человеческая цивилизация началась с вина. С вином она и закончится. Разум и эмоции соединились в вине. Возможно, единственные вещи, которые позволяют отличить человека от животного». Юлиан прочитал эти строки уже давно, но высказался только сейчас. Я видел заходы и получше в рекламах забегаловок. Ян быстро забросил свои бесполезные усилия, как только понял, что медленно деградирует. Командующий службы безопасности крепости генерал-майор Вальтер фон Шанкоп позже поддел его, назвав похитителем зарплаты. Хотя Шанкоп и сам был далеко не воплощением идеального военного. Все еще оставаясь холостяком в свои 34 года, он с тех пор, как был капитаном и командиром полка Розенриттеров, имел репутацию храбреца, когда дело касалось женщин, однако в этом он все же не мог сравниться с пилотом Асом, капитаном третьего ранга и командиром первой космической эскадрильи крепости Изерлон, Оливером Попланом. Шанкопф и Поплан обучили Юлиана всему, что они знали о стрельбе и управлении одноместным истребителем-спартанцем, Ян назначил их Юлиану в инструкторы как лучших в своих подразделениях, хотя и опасался, что они могут сбить с пути истинного. История о похождениях Шанкопфа и Поплана стали легендой. Одна из историй звучала так. Однажды утром, как раз в тот момент, когда Шон выходила выходил из комнаты некой дамы младшего лейтенанта, Поплан закрывал за собой соседнюю дверь в комнату некой дамы сержанта. Они обменялись взглядами и разошлись, но через пару дней они вновь встретились утром, вот только в этот раз Шон Коп выходил из комнаты сержанта, а Поплан — из комнаты младшего лейтенанта. Доказательств, что все это происходило на самом деле, не было. Типичное сарафанное радио. Что, впрочем, не мешало большинству поверить в реальность истории, когда Поплана попросили подтвердить подлинность истории, он ответил: "Почему мужчины в этой истории названы по именам, а женщины остались анонимны? Разве это чуточку не несправедливо?" Шонкоп уже ответил: "Так, скажу ли, что мои стандарты не настолько низкие, как у Поплана? Вполне естественно", думал Ян, что с такими наставниками Юлиану проблем не избежать. Юлиан сам был привлекательным молодым человеком. Во время учебы в Академии Хайнесона он получил звание лучшего игрока во флайбол и вскружил голову многим девушкам в своем классе. На искусственной планете из Орлона проживало 5 миллионов человек, и как приемный сын адмирала, доказавший свою отвагу, уничтожив крейсер в своей первой битве, он, естественно, был весьма популярен. По правде говоря, Юлиан может делать все, чего не можешь ты. Некогда старший товарищ Яна по Военной Академии, Алекс Кассельн, не упускал возможности поддеть его. У Кассельна было две дочери, и, по слухам, он намеревался выдать старшую, Шарлотту Филлис, за Юлиана. Когда Ян узнал об этом, он сказал, «Шарлотта милая девочка, а вот ее отец». Неослабевающая военная и политическая проницательность Яна Венли заставляла многих думать, что он своего рода провидец. Но сейчас он ощущал лишь зловещее смутное ощущение тревоги, он понятия не имел, какие политические, дипломатические и стратегические партии разыгрываются в Империи, Феззане и даже в Союзе. А поэтому продолжал раз за разом пополнять копилку своих поражений в 3D-шахматах, обращая внимание лишь на то, сколько бренди он добавляет в свой черный чай. Часть 2. 20 августа было публично объявлено о том, что позже станет известно, как... Бесчестный пакт 798 года космической эры. Суть бесчестного пакта заключалась в обоюдном противодействии прежнего режима Галактической Империи и Союза Свободных Планет диктатуре Лоенграма. Союз Свободных Планет принял убежавшего императора Эрвина Йозефа II и официально признал графа Йохана фон Ремшейда канцлером правительства в изгнании или «законного правительства Галактической Империи». Согласно договору, если законное правительство свергнет режим Луэнграмма и вернется в империю, то с Союзом свободных планет будут установлены дипломатические и торговые отношения, а также будет проведена демократизация системы путем принятия Конституции и созыва парламента. Союз свободных планет гарантировал, что законное правительство Галактической империи восстановит всех изгнанников в своих правах и а окажет полную поддержку восстановления нового и вечного мирного порядка. Председатель Верховного Совета Союза Трунихт и канцлер законного правительства Галактической Империи достигли договоренности еще в начале августа, но предусмотрительно решили обнародовать его не сразу, путь к соглашению был отнюдь непрост. Эрвин Йозеф II с сопровождающими пересекли границу Союза Свободных Планет в середине июля, председатель Трунихт приказал адмиралу Доусону укрыть их в здании Центра Стратегического Планирования. Доусон был посредственным военным, но в вопросах, где нужна была строжайшая секретность, на него можно было положиться. Переговоры продолжались более трех недель, и в итоге граф фон Ремшейд неохотно пообещал переход к конституционному управлению. В этот самый вечер 20 августа Юлиан разговаривал с Яном в крепости Изерлон. «Слышал, что представитель Трунихт выступит со срочным и важным сообщением. Если оно срочное, тогда точно должно быть важное», — ответил Ян. Прямолинейность его свидетельствовала, что он не желает слышать ни о чем, что не требует его внимания. Но когда с Хайнесона поступил приказ всем солдатам быть у экранов, Ян сказал себе, что ж, наверное, это тоже часть работы. И все же даже он растерялся, когда на экране появилось лицо председателя. «Обращаюсь ко всем гражданам Союза Свободных Планет. Я, председатель Верховного Совета Джоб Трунихт, рад объявить, что человечество получило невероятный подарок. Меня переполняет чувство гордости, поскольку именно мне предстоит сделать это историческое заявление». «Радуйся на здоровье, нам-то что!» Выругался Ян про себя. Вероятно, на беду обеим сторонам, самый молодой адмирал Союза абсолютно не переваривал правителя Союза и относился к нему с нескрываемой ненавистью. «Недавно один беженец, ищущий приют, нашел его у нашего свободного народа. Многие, спасаясь от жестокости деспотизма, бежали сюда в поисках нового дома, и мы никогда не отказывали ни единому беженцу. Но этот человек особенный, его имя известно всем... «Эрвин Йозеф фон Голденбаум!» Он сделал паузу, чтобы эти слова дошли до всех, наслаждаясь их эффектом. Прекрасный политик-демагог Труникт был в своей стихии. Его заявление поразило 13-миллиардное население Союза Свободных Планет как удар гигантской молнии, лишённый света, тепла и звука. Половина граждан ахнула в шоке, а другая просто уставилась на фигуру их правителя, который выпячивал грудь колесом у них на экранах. Император Галактической Империи бежал, бросив страну, которую он должен был управлять, и людей, которыми должен был править. Этого было достаточно, чтобы любой усомнился в своих знаниях о мире. «Дорогие граждане Союза!» – нагло продолжал Трунихт. «Рейнхард фон Лойнграмм, устранив оппозицию себе грубой воинской силой, теперь жаждет полной власти диктатора. Он жестоко относился к Императору, которому едва исполнилось семь лет, изменяет законы, как ему заблагорассудится, назначает своих подчиненных на важнейшие посты и ко всей вселенной относится как к своей личной собственности. Речь идет не только об империи. Он уже обратил свой хищный взгляд на нашу страну. Он желает владеть всей вселенной как деспот, а потому пытается погасить пламя свободы и демократии, которые наш народ так долго берег. Само его существование угроза для нас. В сложившейся ситуации у нас нет нового выбора, кроме как оставить разногласия в прошлом, и работать сообща с этими несчастными, которых Лоэн выгнал из их домов. Пришло время защитить себя от великой угрозы, которой он является для всего человечества. Устранив эту угрозу, мы сможем наконец достигнуть прочного мира!» После битвы в системе Дагон в 640 году космической эры, 331 году по имперскому календарю, Галактическая империя Голденбаумов и Союз Свободных Планет находились в состоянии перманентной войны. Большое число политиков в то время боролось за установление принципа невмешательства и заключение договора о торговле между странами, но каждый раз соглашения мешали фанатики и фундаменталисты с обеих сторон. Одна страна считала врага мятежником, который пошел против всего, что олицетворяет собой его императорское величество, другая видела в противнике воплощение тирании. Разве из-за того, что они не признавали существование друг друга... Не были в кровопролитных конфликтах принесены на алтарь того, что каждый из них считал справедливостью бесчисленные жертвы. Идея объединения ради достижения общей цели ставила с ног на голову всю историю. Неудивительно, что люди были шокированы. Юлиан быстро оглядел собравшихся в центральном пункте управления. Даже острый на язык кассельный шон коп смиренно молчали. В свою очередь, Ян не знал, что и думать, но внимательно смотрел на появившуюся на экране седовласую фигуру. Я! канцлер законного правительства Галактической Империи Йохан фон Ремшейд. Невозможно выразить всю глубину моей благодарности Союзу Свободных Планет. Вашими заботами я получил возможности и условия для восстановления справедливости на своей родине. От имени всех своих единомышленников, чьи имена я сейчас назову, я искренне говорю вам спасибо». Граф Рэмшейд начал перечислять членов Кабинета Министров своего так называемого «законного правительства». Пост канцлера занял Ремшейт. Среди назначенных на другие министерства можно было услышать имена аристократов-изгнанников, но когда объявили, что на пост министра обороны был назначен адмирал флота Меркац, все с выпученными глазами уставились на адмирала-изгнанника. Сам адмирал Меркац выглядел еще более удивленным, чем все, кто смотрел на него. Ваше превосходительство, это. пробормотал адъютант Меркаца Шнайдер, шокированно оглядываясь по сторонам и извиняясь от имени своего молчаливого командира. «Прошу, не поймите неправильно. Его превосходительство слышит об этом впервые. Как и вы сами. Мне самому очень хочется узнать, почему граф Рэмшейд назвал имя его превосходительства. Я знаю почему. Никто тут и не думает, что адмирал Меркац продался». Эта попытка Яна успокоить Шнайдера удержала высказывание его подчиненных, которые сверлили Меркаца глазами, полными подозрений. Вряд ли граф Рэмшейд спрашивал согласие у Меркаца, поскольку был уверен, что предложенная должность подходящая цена, чтобы договориться и без всяких приговоров. Сдается мне, что граф Рамшейд в любом случае предложил бы пост министра обороны адмирала Меркацу. Не могу представить более подходящего кандидата. Согласен. Шанков произнес лишь одно слово, но настолько вовремя, что Ян почувствовал облегчение. Сама пунктуальность... Формирование кабинета министров графа Рамшейда явно не обошлось без участия правительства Союза, это означало, что Меркат скоро покинет изерлон, чтобы заняться организацией армии законного правительства Империи. Ян почувствовал, что его лишают ценного советника. Капитана Оливера Паплана, как и многих других, выступление предстателя привело в ярость. Получается, мы, рыцари на белом коне, спасаем непрекаянного дитя императора и сражаемся с узурпатором, которые нечто иное как воплощение зла. Что за черт? Мы что, в дешевом сериале? Паплан по попытался рассмеяться, но не смог и с отвращением бросил свой черный берет на пол. Его друг Иван Конев молча поднял берет и протянул его по плану. Молодой пилот Ас берет не взял и продолжил свою тираду. «Почему вы должны проливать свою кровь ради защиты династии Голденбаумов? Разве еще со времен наших прадедов более ста лет назад люди не проливали кровь, чтобы свергнуть Голденбаумов и восстановить свободу и демократию в галактике? Если это приведет к миру, то изменения в политике необходимы». «Если это приведет к миру. Но если мир становится между нами и Голденбаумами, как поступит герцог Лоенграм? Такое исход его никогда не устроит. Так что помешает ему слететь с катушек и отыграться на нас?» «Я говорю лишь, что мы не можем прогнать императора. Он всего лишь семилетний ребенок. Отказать ему в помощи будет негуманно». «Негуманно? Хочешь сказать, что Голденбаумы достойны гуманного обращения? Открой и перечитай учебник истории, чтобы вспомнить о миллиардах людей, убитых Рудольфом и его наследниками». Дети не должны платить за грехи отцов. А ты любишь поспорить? Будешь придираться каждому моему слову? Не к каждому. Расслабься, я просто пошутил. Понимая, что причин продолжить разговор нет, по плану выхватил берет и удалился. Конев пожал плечами и криво улыбнулся, провожая его взглядом. Часть третья. Получается, династия Баумов и Галактическая империя больше не единое целое. Ян вздохнул, и его губы стали влажными от пара, который исходил от чая с бренди. Перед каждым офицером штаба стоял кофе, впрочем, времени наслаждаться его ароматом у них не было. Юлиан стоял за спиной Яна у стены и послушно подавал ему чай. «Ни один семилетний ребенок не покинет свой дом по собственной воле. Спасение или побег, называй как хочешь, но, как его самопровозглашённые верноподданные, мы должны видеть в этом не что иное, как похищение» предложил Кассельн. Послышалось несколько согласных возгласов. «Даже если так, меня больше интересует, какой ход сделает герцог Лоинграм. Что, если он потребует освобождения Императора?» Контр-адмирал Мурей нахмурился, а Комодор Патричев пожал широкими плечами, словно забыв о субординации. «Вы слышали, какую речь закатил председатель? После того, как он наговорил тот стрекороба о великих задачах, не думаю, что он так легко отступится». А Вальтер фон Шанкоп в своей изящной манере поставил чашку кофе на блюдце и сложил руки в замок. Но если бы мы собирались играть по правилам, то нужно было объединять силы еще сто лет назад. Наши противники потеряли реальную власть и сбежали, а теперь навязывают нам в друзья. Если вам интересно мое мнение, все это попахивает абсурдом. Макиавилистам вроде нас покажется, что объединение сил с меньшим из двух зол хорошая идея. Но даже если предположить, что для этого объединения выдалось удачное время, им понадобится реальная сила, а ее то у них и нет. Ян хорошенько потянулся и устроился на стуле поудобней. Если бы Союз руководствовался принципами макеавелизма, то нужно было извлечь выгоду из столкновения про- и анти сил в прошлогодней Липштадтской войне. Вмешайся Союз тогда, он мог бы пожинать плоды успеха, пока имперцы воюют между собой. С помощью своей проницательности, которой можно было только позавидовать, Герцог Луэнграм предвидел возможность такого развития событий и организовал государственный переворот. Расколов союз, он не дал ему шанса вмешаться в имперскую гражданскую войну, но теперь, когда герцогу Луэнграму удалось сосредоточить власть в своих руках, у его противников практически не было шансов вернуть утраченные владения. Шанкап попал в точку. Если бы я ожидал от правительства союза действий в духе макеавелизма то он передал бы императора герцогу Лоенграмму в знак признания его власти над империей и взял бы с него обещание отныне вести мирное сосуществование. И хотя этот поступок мог бы показаться бесчеловечным, Ян был уверен, что Лоенграмма не хватит духу убить семилетнего императора собственноручно. Прекрасный молодой диктатор был не настолько глуп, чтобы пойти на такую бездомную жестокость. На его месте Ян придумал бы более эффективное применение юному императору с самого его рождения Возможно, что правительство Союза специально сыграло герцогу фон Лоенграмму на руку. Герцог Лоенграмм ничего не потерял от бегства Императора, совсем наоборот. Для объявления новой войны Союза возвращение или спасение Императора будет вполне достаточным основанием, да и всеобщее усиление неприязни людей к Императору было показательно. Если уж на то пошло, бегство Императора в Союз было Лоенграмму выгодно. Я напугала направление собственной мысли, Поскольку он высоко ценил гений Райнхарда, то не верил, что молодой диктатор может быть с легкостью побежден приверженцами старого режима. Когда Ян высказал свои соображения, повисла тишина, которую нарушил Шинкопф. «Вы хотите сказать, что герцог Лоенграм намеренно дал похитить императора?» «Есть такая вероятность», — серьезно сказал Ян и налил бренди в пустую чайную чашку, игнорируя негодующий взгляд Юлиана. Как только Ян поставил бутылку бренди на стол, ее взял Кассель и плеснул немного себе, тоже сделал Шанкоп, Мурай и другие. Глядя, как бутылка описывает круг, Ян почувствовал некоторое беспокойство, но взгляд Юлиана заставил его вернуться мыслями к герцогу Лоенграмму. Если предположить, что стратегия Райнхарда была настолько продуманной, как ее представлял себе Ян, вырисовывалась совершенно потрясающая картина. Но один ли герцог Луэнграм это провернул? И Союз, и старый режим Империи плясали под чью-то дудку. Но разве Союз не был в мире с этим кукловодом? Самой пугающей представлялась перспектива объединения герцога Райнхарда фон Лоенграма с Физзаном. Пойти на объединение военного потенциала и экономики, талантов и амбиций, исходя из общих интересов? Физзан бы никогда не протянул руку Райнхарду просто так, без выгоды для себя. В этом можно было не сомневаться. Так что могло заставить их прийти к соглашению? Экономическая монополия, которую Физан мог получить в Объединенной Империи? С такой платой он мог бы согласиться, как мог бы и Райнхард, но истинная ли это причина? Могла ли здесь быть скрыта ловушка? Заставить герцога фон Лоенграма объединиться, чтобы снять угрозу? А может быть, за мотивами Физана стоит нечто большее, а поклонение деньгам — лишь ширма? От этих мыслей у Яна заболела голова, он прислушался к разговору косыльной Шонкопфа. Слышал, у столице распространяется своего рода синдром рыцарства. Давайте биться за правосудие, защитим молодого императора от жестокого узурпатора. Реставрация тирании Голденбаумов и есть правосудие? Как и говорил адмирал Бьюкок, нам потребуется новый словарь. Решится ли кто-нибудь прямо высказать несогласие? Не то чтобы мы не могли возразить, но стоит лишь заговорить об этом, как тебя обвинят в негуманности. Как только речь зашла о семилетнем ребенке, Большинство людей потеряли способность мыслить здраво. Кассель недовольно уставился в свою кофейную чашку, уже снова опустевшую, и наклонившись вперед, потянулся за бутылкой бренди. Была бы эта красотка лет 16 или 18, это волновало бы людей еще больше. Народ любит истории про принцев и принцесс. А все потому, что в сказках принцы и принцессы всегда справедливы, а вот знать полетят заговоры. Но мы не в сказке, и не можем руководствоваться ее принципами. Пока их беседа эхом звучала в голове Яна, он, впервые за долгое время, на полную использовал непаханное поле своего разума, пусть это и ты, было непросто. Что ж, посеем пока немного политики и дипломатии. Только в военных вопросах Союз идет на немалый риск. Нет сомнений, что герцог Грамм собирается обвинить нас в похищении Императора, Он даже может увлечь за собой солдат-простолединов, заставив их поверить, что династия Голденбаумов и Император – их враги, они называют себя республиканцами, но переворачивают суть Союза свободных планет с ног на голову, хотят дать защиту императору и восстановить автократические режимы социальные неравенства. В реальности же все выглядит иначе. Сообщники династии Голденбаумов разрушают Союз, чтобы защитить свои права и привилегии. Перспектива такого предательства представляется очень убедительной. Убеждение, что приверженцы старого режима спасли императора, вылилось бы в рыцарский порыв и породило бы политические амбиции но на деле это была бы ложь и профанация. Такое развитие событий больше всех сыграло бы на руку герцогу Райнхарду фон Лоенграму. Раньше он нуждался в поддержке императора, но теперь, когда он сокрушил союз аристократов и убрал с пути своего соперника, герцога Лихтенлада, единоличная власть над империей была в его железной хватке. И семилетний монарх дитя оставался единственным незначительным препятствием, находившимся между ним и троном. Обладая всей полнотой власти и военной силы, Ему не пришлось бы пошевелить и мизинцем, чтобы убрать это препятствие со своего пути. Но у герцога Лоенграма есть принципы. Если он собирается свергнуть юного императора и примерить имперскую корону, ему необходима убедительная причина, чтобы выдержать суд истории. Если бы, например, Эрвин Йозеф II был безумным тираном, который убивал собственных подданных, у Рейнхарда были бы справедливые основания свергнуть его. Однако же семилетний дитя император, в отличие от некоторых своих предшественников, Вряд ли стал бы похищать жен своих вассалов ради собственного удовольствия, расстреливать безоружный народ во имя поддержания порядка или убивать наследников семей, опасных для престола, в младенчестве. Часть четвертая Среди всех императоров династии Голденбаумов самым параноидальным был Август II, известный также как Август Кровопускатель. Он занял трон в 556 году Галактической Эры, 247 году по Имперскому календарю. Про него говорили, что к моменту восшествия на престол в 27 лет он уже успел познать многие прелести жизни. От беспробудного пьянства, разврата и пристрастия к изысканной еде он заработал подагру, спасаясь от которой начал ежедневно употреблять опиум. Его раздувало до тех пор, пока тело не превратилось на 90% в смесь жира и жидкостей, слабые мышцы и кости не могли больше выдерживать огромный вес, Поэтому он был прикован к пуховой подушке кресла каталки, на которой передвигалась сальная туша, некогда служившая ему телом. И хотя даже его отец, император Рихард III, стыдился одного его вида, Август все равно оставался старшим сыном и демонстрировал некоторые интеллектуальные способности, поэтому император не мог заставить себя лишить его короны. В дополнение ко всему, все три младших брата Августа имели схожие с ним склонности и поведение. Его инаугурация была встречно безразлично, и величайший тиран в истории двора и правительства Галактической Империи оказался на престоле словно случайно. Август опивался безграничной властью, которую ему вручили как игрушку. По первому же указу нового императора, любимые наложницы покойного императора были переведены в его собственный гарем. Обычно наложницы ушедшего в мир иного императора давали деньги и свободу, а его наследник на престоле собирал себе новый гарем. Наглость Августа поразила его министров и привела в ярость его мать, Вдовствующую императрицу Ирину! Молодой император в ответ на обвинение в бесстыдстве лишь скривился в ухмылке: Матушка, я лишь пытаюсь развеять горечь, которую тебе приходилось испытывать от того, что эти шлюхи украли у тебя отца! Дьявольски сверкая глазами, он схватил мать за руку и уволок во внутренние покои дворца. Вскоре ее Фрейлины услышали пронзительный женский крик. Не успела стихнуть эхо, как вдовствующая императрица, пошатываясь, вышла из покоев, рухнула на пол и начала извергать содержимое своего желудка. Подбежавшим к ней фрейлинам ударил в нос металлический запах крови. Во внутренних покоях вдовствующая императрица увидела тела сотен наложниц. Более того, говорили, что с них всех содрали кожу. Разум Августа гнил быстрее его тела. От былого рассудка осталась лишь тень, крохотный осколок здравомыслия, но и он исчез в тот момент, когда он заполучил безграничную власть, душу императора захватила тьма. С того дня каждым взмахом своих толстых пальцев этот кусок сала, одетый в изысканный шелк, уменьшал население имперской столицы Одина. Трех его младших братьев обвинили в желании захватить власть и казнили как заговорщиков. Их тела порезали на куски лазерными ножами и бросили в яму к хищным зверям. А вдовствующую императрицу, виновную в том, что родила их, заставили совершить самоубийство. Всего через неделю после восшествия нового императора на престол в живых не осталось ни единого министра. Командор Шаумбург из имперской гвардии разыскивал так называемых мятежников и многочисленных членов их семей, включая младенцев, основываясь лишь на интуиции императора. Во имя справедливости, независимо от статуса, выносились приговоры и изымалась собственность. Верный своему садизму, он приказывал казнить преступников всегда экстравагантными и уникальными способами, Благо, у него в распоряжении был бесчисленный материал мужского и женского пола. Не все сохранившиеся официальные имперские отчеты, относящиеся ко времени правления Августа II, содержали точные сведения. С одной стороны, имелось достаточно оснований для того, чтобы очистить память о Голденбауме, скрыв любое неприглядное пятно на его тунике. С другой, необходимо было зафиксировать злодеяние этого тирана, превознося императоров ему на следующих – из-за этого число людей, погибших во время правления Августа II, оценивалось не более чем в 20 миллионов и не менее чем в 6. Но цифра в 6 упоминалась редко. Подобно своим предкам, Рудольфу Великому и Сигизмунду I, он использовал власть как игрушку, убивая без причины, не обращая внимания на собственное лицемерие. Хотя слухи о том, что император питается человеческим мясом и пьет вино, смешанное с кровью, были явно преувеличены. Но, как бы то ни было, то, что он использовал технику, известную с тех пор как «Игла Августа» для убийства многих несчастных, доказанный факт. Вышеназванный метод заключался в введении тонких алмазных игл в глаза жертв, которые, пронзая черепа, нанося повреждения мозгу, вызывали смерть от безумия. Шесть мучительных лет страдала Галактическая Империя от его тирании, по иронии судьбы от страха одинаково дрожали что дворяне, что простолюдины, позабыв взаимную неприязнь. Со временем этот страх превратил их в загнанных в угол крыс. Сопротивляться решился только маркиз Эрих фон Риндерхофф, двоюродный брат Августа и сын брата покойного императора Рихарда III, эрцгерцога Андреаса. Сообразив, что здравый смысл и рассудок императора отправились в полет безумия и, предчувствуя скорую беду, он сбежал с женой из имперской столицы Одина на нейтральную территорию. В конце концов, Август казнил почти каждого члена собственной семьи столицы и, не забыв о ловком побеге своего кузена, потребовал, чтобы он сдался. Эрих не пожелал сложить голову на плаху, и при поддержке имперского военного гарнизона, расположенного неподалеку от его места обитания, поднял восстание. Он был готов умереть за свою свободу, поэтому держал при себе капсулу с ядом. Если бы император схватил его, он успел бы покончить с собой прежде, чем кузен запытал его до смерти. Несмотря на то, что он был готов к поражению, ему на верность присягнули три молодых адмирала они уже отреклись от тирана, а один из них потерял жену и ребенка из-за императорского деспотизма. Восставшие столкнулись с карательным отрядом, посланным императором в Звездной области Троербах и с легкостью одолели своего врага. На одного погибшего солдата приходилось 20, которые предпочли сдаться и остаться в живых, и оставшаяся армия вскоре была вынуждена последовать их примеру. Однако в тот момент, когда исход битвы еще не был известен, август уже был мертв. Понимая, что конец близок... Комодор Шаумбург толкнул Августа в яму с дикими зверями, пока тот кормил собак сырым мясом. Падая на дно ямы, император спустил неописуемый вопль, жирное тело, разорванное на куски клыками и когтями, переваривалось в желудках сытых животных. После невероятного триумфального возвращения в столицу под крики «Да здравствует новый император!» Эрих немедленно вызвал Шаумбурга, похвалил его за устранение тирана и недопущение дальнейших мучений народа и страны и повысил до адмирала. Затем он приказал арестовать ликующего Шаумбурга и приговорить его к расстрелу за то, что он, как доверенный слуга тирана, участвовал в бесчисленных расправах над людьми. Последующее правление новоиспеченного императора Эриха не было особенно выразительным или цивилизованным, однако Эрих заслужил место в пантеоне достойных правителей. Политика террора Августа ушла в прошлое, империя поднялась из руин, а дух народа был восстановлен. Но, как и его потомок Максимилиан Йозеф, он лишь вдохнул огонек в жизни в чахнувший деспотичный режим, который вот-вот мог рухнуть, и тем самым стал невольным виновником всех дальнейших событий в истории. Часть пятая. Вся предшествующая история Империи говорила о том, что свержение юного императора Эрвина Йозефа как тирана стало бы преступной ошибкой, которую нельзя было совершать. Даже если бы он умер естественной смертью, Люди сразу заподозрили бы, что дело нечисто. Если герцог Лавенграм не хотел войти в историю как где-то убийца, он должен был любой ценой защитить жизнь и здоровье императора, а роль, которую ему предстояло исполнить, была достаточно ироничной. Так что можно было лишь догадываться, какой костью в горле был юный император для просчитывающего все на несколько шагов вперед герцога Головенграма. Тем не менее, бегство императора решило одну из проблем. Империя осталась без правителя. А разве могло окружение прежнего правителя обвинить нового в желании заполнить зияющую пустоту? Старый режим собственноручно облегчил ему бремя, и герцог Луинграм в своей неподражаемой манере от души над этим посмеялся. Его триумф был неизбежен, раз император бежал, покинув престолы своих подданных по собственной воле, Райнхард имел полное право критиковать его за безответственность и трусость, а если императора похитили против его воли, Райнхард осудит похитителей и самолично возьмется за спасение Императора. В любом случае, право выбора находилось в его элегантных руках. Тем временем Союз Свободных Планет оказался в одной лодке с Императором и его самопровозглашенными верными слугами, и все, что он мог предпринять, это ждать, затаив дыхание, какую карту разыграет оппонент. Свой шанс они уже упустили. Неужели удача на стороне герцога Лоенграма? Думал Ян. Ответ принес некоторое утешение, судьба взяла паузу на раздумья. Герцог Лоенграм был молод, его буквально распирало от амбиций и отваги, поэтому он был не из тех, кто ждет у моря погоды. Райнхард явно приложил руку к целой цепочке недавних событий. Прежде он уже сумел успешно организовать военный переворот в Союзе. Существовала определенная вероятность, что он знал о плане похищения Императора, но умышленно закрыл на это глаза, хотя нельзя было утверждать, что он планировал это с самого начала. Ян не верил, что сторонники старого режима могли самостоятельно вывести императора Содина. для начала, как они вообще проникли в имперскую столицу? Как спаслись? Как им удалось остаться незамеченными для властей? Представить, что помог им в этом не герцог Лоенграм, а кто-то другой, было невозможно. Он располагал всеми необходимыми ресурсами, средствами и связями, не говоря уже о правдоподобном мотиве. А как же Физзан? Неужели Феззан нанес новый удар? Ян чуть было не выругал себя за то, что подобная мысль показалась ему занимательной. Как человек, так и не поступивший на настоящий исторический факультет, он никогда особо не причислал себя к ревизионистам. Он считал, что для изменения хода событий недостаточно заговоров и планов ничтожного меньшинства. Нужно нечто большее, история так не работает. Так или иначе, правительство Союза должно нести ответственность не за причину, а за результат. Союз свободных планет объединился со старым режимом Галактической Империи – Аристократы явно были реакционистами, восстановив законную власть династии Голденбаумов и, используя ее как Шурму, они прибрали бы к рукам все богатства, рассчитывая изменить ситуацию в империи собственноручно. Их неприятие политических и социальных реформ герцога Лоенграма исходило из твердой веры в будущую демократизацию. Это была феерическая кульминация серии глупых решений. Иоанн почувствовал, как в потоке его сознания проплывают целые косяки предвзятых мыслей, но благоразумно решил не ловить их в сети мыслительного процесса. Династия Голденбаумов просуществовала пять столетий со времен Рудольфа Великого, и возможности устранить социально-политическую несправедливость было предостаточно. Элиты каждый раз обращали вспять любое начинание, уничтожая династические цветы, от корня до лепестков, ядовитым и тлетворным дыханием коррупции. Так на что могли рассчитывать их жалкие останки? Кто-то однажды сказал, что существует три типа воров те, кто отнимают деньги силой, те, кто отнимают деньги хитростью, и те, что используют законы. А что с 25-миллиардным населением Империи, освобожденным герцогом Лоенграммом от иго аристократической системы правления? Сомнительно, что они ни с того ни с сего простят Союз за то, что он объединился с самым худшим типом вора, который только можно представить. Ничего не поделаешь. Получается, придется сражаться с народной армией Галактической Империи, как я когда-то и подозревал. И когда это произойдет, не будет ли правда на их стороне. Итак, адмирал Меркац, что вы собираетесь делать? Мягкий голос отвлек Ияна от размышлений и вернул в зал совещания из Орлона. Он всматривался в лица своих подчиненных, пока его взгляд не остановился на говорившем начальнике штаба Мурая. Несмотря на различия в званиях, другие штабные офицеры даже не пытались скрыть общего недоумения. Новоявленный министр обороны законного имперского правительства мог отнестись к новости подобно другим офицерам штаба, но прочитать это по его лицу было невозможно. Мурай разорвал его сдержанность и колебания, как лист бумаги. Граф шеет, как глава правительства в изгнании, и, конечно, не ожидает, что адмирал Меркац откажется от назначения. Не вижу смысла обманывать его ожидания. И хотя в словах адмирала Мурая не было ни грамма цинизма, ему не доставало определенной доли терпимости к уклончивости и желанию оставаться в тени, поэтому Меркацу показалось, что ему отрезали все пути к отступлению. Вечно серьезный Мурай пробил непроницаемую маску адмирала-изгнанника силой поверхностной критики. Меркат обратил свой усталый взгляд к говорившему. «Я абсолютно не согласен с точки зрения графа Ремшейда. Моя верность императору ни в чем не уступает его, но если вам интересно мое мнение, я предпочел бы, чтобы его величество жил беззаботной жизнью обычного человека». Голос старого адмирала стал более глубоким. «Создание правительства-изгнания не означает, что они смогут лишить герцога Лоенграма власти», он относится к людям как к союзникам, но только потому, что они его поддерживают. Одного понять не могу. Меркац медленно покачал головой. Казалось, что его усталость приобрела физическую форму и сжала его невидимой хваткой. Почему те, кто должен защищать юного императора, толкают его в водоворот политических раздоров и войн? Если они собираются создать правительство в изгнании, пусть сделают это сами. Нет ни одной причины, по которой они должны вовлекать в это дело ребенка. Даже Его Величество, не способно вы еще судить о вещах здраво. Ян непочтительно вертел в руках снятый с головы берет и молчал. Он скромно взглянул на Шонкопфа, который высказал свое мнение: Если подумать, в нашем случае предложения не совпадают со спросом. Спрос и предложения? Да. Поскольку власть герцога Лоинграма основана на вере людей, власть императора ему больше не нужна. С другой стороны, подрывая легитимность его власти, граф Рэмшейд заставляет его проявить инициативу и избавиться от правительства возгнания. Положение адмирала Меркаца понятно, но я бы хотел спросить, что ваше превосходительство планирует делать и как собирается действовать. «Контр-адмирал Мурай», — сказал Ян, впервые открыв рот. Было ощущение, что Меркац оказался в кресле подсудимого. Ян высоко оценил дотошность и проницательность Мурая, но иногда это могло доставлять неудобства. Как было бы прекрасно тем, кто является частью большой организации, иметь возможность принимать решения по собственной воле. Столько всего хочется высказать этим правительственным снобам, вот только цензурных слов не хватит. Что меня действительно раздражает, так это то, что они втягивают нас в свои глупые игры. Кассельн, Шанкоп и Фредерико Гринхилл кивнули, соглашаясь с Яном и понимая, к чему он клонит. Меркац вовсе не желал стать частью правительства в изгнании и не стремился приступить к исполнению своих обязательств в нем настал козлом отпущения постфактум по принуждению. Было бы несправедливо ставить ему ультиматум в такой момент. Мурай, вероятно, понимая это, кивнул и ушел. Опасаясь, что всему этому не будет конца и края, Ян объявил перерыв. Шанкоп повернулся к адмиралу с кривой улыбкой на лице. «Если у вас только всего накопилось, так почему не высказать им все? Почему бы просто не прикричать «У царя Медаса ослиные оши!» И не покончить с этим?» Солдат на действительной службе не имеет права выражать критические замечания по политическому поводу на открытом заседании. Разве нет? Думаю, что этих имбецилов на Хайнесе не должны критиковать. Вы вольны думать об этом, но не вольны говорить. Понятно. Значит, свобода обмена мнениями куда уже, чем свобода мысли? Как вы думаете, что означает «свободные в союзе свободных планет»? Ян, конечно, знал ответ на этот вопрос, но молча пожал плечами. Командующий службы безопасности из Орлона понял это и прищурился. «Свободная страна. Моя бабушка и дедушка бежали в эту свободную страну, когда мне было 6 лет. Это было 23 года назад, но я помню это словно это было вчера. Холодный ветер, что резал как нож, презрительные взгляды пограничников, для которых беженцы были подобны нищим, мне не забыть их до самой смерти». Шанкоп редко делился деталями своего прошлого, Поэтому в черных глазах Йона блеснул интерес, но Шанкоп не захотел продолжить рассказ о себе. Он погладил свой острый подбородок и взял себя в руки. Дело в том, что я уже однажды оплакал потерю Родины. Если это произойдет во второй раз, я не удивлюсь и не огорчусь. В отдельной комнате шел напряженный разговор между офицером и подчиненным. Меркац взглянул на своего адъютанта, лейтенанта Шнайдера. И на лице адмирала отразилась совершенная смесь цинизма и самоиронии. Такое могло измыслить только больное воображение, не правда ли? Еще год назад мне бы и в голову не пришло, что мне суждено сидеть за этим столом. Шнайдер был чрезвычайно разочарован. Напоминаю вашему превосходительству, что я предлагал отправиться в ссылку, думаю, что так будет лучше для вас. Меркад слегка прищурился. Да, я думал, что вы будете довольны, как никто другой. А для того, кто противостоит герц Глоенграмму, не может быть более высокого титула. Если бы эти слова произнес кто-то другой, у Шнайдера на душе заскребли бы кошки, а он с отвращением тряхнул головой. Должность министра обороны законного правительства, конечно, неплохо звучит, но ведь на деле под командованием вашего превосходительства не будет ни одного солдата, не так ли? А если бы я не принял командование, что бы изменилось? Вы правы, но вы приняли на себя командование флотом адмирала Яна, пускай и на время, но теперь на это даже и рассчитывать не приходится. Это звание – пустая вывеска». Шнайдер цокнул языком. «Граф Рэмшейд – это одно, но кроме дворян, занимающих высокие посты при дворе, в списке нет никого достойного. Не представляю, как кто-нибудь из них сможет сплотить оппозицию герцогу Лоинграмму. Есть еще его величество император». Слова Меркатца как будто ударили фон Шнайдера под дых. Лейтенант задержал дыхание, он впился глазами в старого адмирала, который был вассалом императора более 40 лет, и, судя по сгорбленному силуэту, быстро постарел. Шнайдер, естественно, тоже понимал, что тоже был слугой императора, но по сравнению с Меркатсом, был по природе своей более импульсивен и легко увлекался ходом дискуссии, не осознавая, куда она может его увести. Видя, как ошеломлен его адъютант смыслом его слов, Меркатс улыбнулся. «Полагаю, у меня не получится оградить вас от излишнего беспокойства. Так или иначе, мне еще придется официально вступить в должность, а пока давайте хорошенько подумаем». Гроза уже была на горизонте, но Ян не предпринимал никаких мер. На самом деле у него не было запасного плана. Если бы громадный флот Империи действительно был на подлете к крепости Изерлон, он смог бы поднять им навстречу несколько стратегов исключительных способностей, но учитывая их неопытность в политических делах, сейчас таланты этих офицеров были бесполезны. Ян продолжал наблюдать со стороны, оставаясь неподготовленным. «Ваше превосходительство! Герцог Лоенграм на экране связи! Он собирается выступить с обращением к Империи Союза!» Офицер связи передал эту срочную новость, едва успев пихнуть в себе обед, за который принялся после новости о правительстве в изгнании. На главном экране командного центра появилась фигура Райнхарда с львиной гривой. Он был одет в традиционную черно-серебряную униформу со знаками отличия имперского флота, которая шла ему так, будто была создана столетия назад только ради того, чтобы однажды ее надел этот молодой блондин. В холодных голубых глазах, казалось, бушевала метель, и лишь одного его взгляда было достаточно, чтобы вселить в людей страх. Вне зависимости от того, любили его или ненавидели, он явно был нет мира сего. Плавный и мелодичный голос Райнхарда был приятен слуху, даже когда смысл его слов был жесток, Сообщив правду о похищении императора, притягательный диктатор произнес то, что произвело эффект разорвавшейся бомбы. «Настоящим объявляю. Незаконные, мало того, трусливо похитив императора, остатки высшей аристократии собираются противиться ходу истории, отняв у народа права, заработанные его кровью. И за это злодеяния они понесут достойное наказание. Что же касается непомерных амбиций честолюбивцев и Союза свободных планет, тайны и противозаконно замышляющих войну против всеобщего мира и порядка, их постигнет та же участь. Те, кто совершил эту ошибку, должны понести наказание. Преступники не заслуживают ни убеждения, ни уговоров. У них нет ни способности, ни намерения понимать такие вещи. Лишь с помощью силы они способны узреть свое невежество. Неважно, сколько крови прольется. Помните, что всему виной эти похитители и заговорщики, не отличающиеся умом. Не будет ни убеждений, ни уговоров. Те, кто слышал речь Райнхарда, почувствовали, как у них заколотилось сердце. Старорежимное правительство в изгнании в сговоре с правительством Союза стало целью военного вмешательства. Само собой, каждый, кто видел в этом новую веху в отношениях Союза и Империи, предвидел такую моментальную беспощадную реакцию. Когда фигура Рейнхарда исчезла с экрана, Шанкап повернулся к Яну. «Это же равносильное объявлению войны. Думаю, что уже поздно волноваться об этом». Все встало на свои места. «Похоже, Изерлон скоро снова превратится в поле битвы», это самое последнее, что нам нужно. Эти кретины поступают так, как им вздумается, лишь потому, что им кажется, что у них есть эта крепость. Заставляет задуматься, не правда ли? Ян открыл было рот, чтобы что-то сказать, но тут же закрыл его и уставился в потухший экран, как будто видел на нем что-то, чего не видел никто другой. Глава пятая. Отъезд. Часть первая. Побег императора Эрвина Йозефа II поверг в хаос союз свободных планет. Разумеется, члены Верховного Совета во главе с его председателем Джобом Труниктом ожидали, что Райнхард будет противодействовать правительству в изгнании, но все же были шокированы серьезностью его реакции. К примеру, член Совета Каплана рассчитывал на начало дипломатических переговоров с правительством в изгнании, однако они получили упреждающую пощечину, недвусмысленно показывающую, что противник не приемлет компромиссов. Этот белобрысый щенок желает напасть на нас, и у него за спиной достаточно военной мощи для этого!» Я в ярости сказал Каплан. Но сколько бы они ни обвиняли Рейнхарда, вина за необдуманные политические решения лежала на них. Правительство Союза буквально выложило коврик с приветствием для силовой тактики Рейнхарда. Впрочем, их выбор, каким бы глупым он ни был, на самом деле направлялся за кулисными действиями Рейнхарда и Физзана. Но это было слишком маленьким утешением учитывая то, какую беду он породил. Два независимых политика, Жуан Ребело и Хуан Жуй, обедали в местном ресторане. Оба они, будучи причастными к следственной комиссии, были связаны с Яном. И в тот момент именно он был темой обсуждения. «Ян Венли? Диктатор? Такое трудно проглотить». Сейчас, пока это не стало реальностью, смеяться легко. Но за свою жизнь я видел, как улыбки сходят с лиц так часто, что не могу сосчитать, Хуан. Как политик Рэбелло превосходно исполнял свои обязанности, но вот чувство юмора ему, к сожалению, не хватало. Это единственное, о чем Хуан сожалел в своем друге. Чтобы составить коктейль, который мы называем диктатором, необходимо уловить его основной вкус. Диктатура может быть неплохой вещью. Диктаторы зачастую непоколебимы в своих убеждениях и чувстве долга, и их чувство собственной праведности развито до предела а также они обладают силой рассматривать своих противников не только как своих личных врагов, но и как врагов справедливости. Но мне интересно, можете ли вы увидеть это Ребелла? Конечно могу. Так что же в случае Яна Венли? Ну, Ян Венли может быть отличным коктейлем, но на мой взгляд ему не достают ингредиентов, чтобы стать диктатором. Дело не в разуме или моральных принципах, на мой взгляд, ему не хватает веры в собственную непогрешимость и стремление к власти. Политики ненадолго замолчали, так как им принесли заказный суп из Сига. Ребелла поднес ложку к рту, провожая взглядом официанта. Но разве он не верит в свою непогрешимость? На заседаниях он оказался бесстрашным обвинителем и упрямым оратором. Вы сами так говорили. Хуан покачал головой, не только выражая несогласие с Ребелла, но и, похоже, чтобы прокомментировать ужасный вкус супа. «Вы правы, но он бросил вызов, отвечая на откровенную глупость и злый умысел следователей». Его стратегия была верна, но когда дело дошло до войны на слушании, тактически ему следовало бы соглашаться с любой глупостью, чтобы избежать конфликта. Тем не менее, наш старый добрый Ян Венли никогда бы... Хуан поморщился, поднеся карту еще одну ложку супа. А вот почему он сказал этим свиньям в лицо, кто они есть. Иногда приходится выбирать между человеческим достоинством и политической победой. Множество исторических премов подтверждают это. С сомнением посмотрев на свою опустевшую тарелку, Хуан выпил воды и заключил. «Я не вижу причин полагать, что Ян Венли может стать диктатором в ближайшем будущем. По крайней мере, у него нет таких амбиций». «Нет, если развитие ситуации его устраивает». «Допускаю, но Ян Венли не единственный, о ком нам стоит беспокоиться. И вы не исключение, Рыбелла. Хоть вы и думаете так об Адмирале Яне, но что вы готовы сделать, если он и вправду перехватит бразды правления и станет диктатором, положив конец демократии, какой мы ее знаем». Рабелла поднял брови, не давая немедленного ответа. Хуан тоже не давил на него, хотя ему не просто было удержаться от комментариев. Выбирая между коррумпированной демократией и добродетельной диктатурой, был одной из самых сложных дилемм, стоящих перед человеческим обществом. Народу Галактической Империи повезло быть избавленным от того, что, несомненно, было наихудшим состоянием – коррумпированной автократии. В настоящее время непонимание и уныние охватило многих – но недоумение законного правительства Галактической Империи из-за отсутствия приветствий по отношению к ребенку Императору, который должен был быть удостоен верности и преданности, превзошло даже это. «Будь проклят, этот мальчишка! В нем нет положительных черт! Он высокомерен, груб, и с ним труднее иметь дело, чем со сбрендившим котом!» Гнев, разочарование и другие неприятные ощущения кипели в их желудках, наполняя рода кислотой. Они мало что знали о юном императоре, и помимо того, что тот пользовался полной поддержкой Рейнхарда и бывшего канцлера Лихтенлада, но и представить себе не могли, что он вызовет в своих подчиненных столь малую преданность. Если бы юный император достиг зрелого возраста, так и не научившись контролировать свое эго, можно было бы ожидать появления еще одного Августа II. Август II был самым большим изгоем в истории династии Голденбаумов и империи. И если бы Эрн Йозеф II смог успешно претендовать на трон... Имя Августа II наверняка не раз бы было упомянуто. К счастью, правда, его правление было сохранено историками, так как последовавший ему император не стал вмешиваться и запрещать это, позволяя понять действия тирана и предвосхищая необходимость политического мятежа. Нынешний император не обладал ни достойным поведением, ни уважением к мнению взрослых, и потому критика Эрвина Йозефа II была суровой. Но семилетнего ребенка трудно научить нести за себя ответственность, тем более, что его окружили взрослые, Мало заботящиеся о становлении его характера. Родители юного императора были мертвы, а Рейнхард не мог исполнить роль отца. Так что императора окружали мелкие чиновники, лишь минимально исполняющие свои обязанности. Не то чтобы любовь обязательно решает все, но полное ее отсутствие делает перемены к лучшему невозможными. Разум ребенка продолжал все сильнее развращаться, заставляя людей отвернуться от него. Для высших членов законного правительства. Император тоже не был героем или мудрым правителем, им предпочтительнее было иметь послушную марионетку. Впрочем, падением намного ниже даже этого стандарта их все равно беспокоило. Что же касается самого правительства изгнании, то у них не было ни подконтрольной области, ни граждан, которых можно было бы эксплуатировать, ни армии, имея которую можно было бы править при помощи силы. И для продолжения существования им были необходимы защита Союза и помощь Феззана, пока что они двигались вместе с ними пользуясь доброй волей, оказываемой союзниками милостью, но должны были готовиться к будущему противостоянию, сохраняя при этом благосклонность юного императора. По этой причине они хотели, чтобы семилетний император был похож на милого ангела из сказки, но эти надежды быстро развеялись. Все, что могли сделать члены правительства в изгнании, это попытаться минимизировать враждебность по отношению к нему. Так что они решили скрыть его величество от лица общественности, насколько это возможно, Доктору было приказано вводить юному императору транквилизаторы, чтобы постоянно держать его в сонном состоянии и ограничить его мир в спальне Временного Дворца. Хотя придворный врач беспокоился, как могут повлиять наркотики на хрупкое тело ребенка, в конце концов ему пришлось выполнить приказ. Таким образом, все политики и финансисты Союза, а также пресса и те, кто хотели внести вклад в дело правительства в изгнании, вынуждены были довольствоваться видом насильно усыпленного ребенка через дверь его спальни. Среди его посетителей были и такие, кого очаровало его дремлющее лицо, в то время как другие считали его живым воплощением пяти веков деспотичной тьмы. Такая ситуация была неприятна, так как каждый поступал основываясь на эмоциях, а не на разуме. Они поддерживали его благодаря чувствам и противостояли за внутренней ненависти, но все споры о том, приведет ли признание императора к миру и установлению прочной демократии, сошли на нет. Оба лагеря, из которых лагерь сторонников этой идеи был больше, осуждали глупость друг друга, не переставали тратить время и силы на тщетные попытки убеждения. Император Эрвин Йозеф II был не миленьким ангелочком, каким его считали некоторые, а безразличным и непослушным ребёнком. Осознание этого существенно ослабило синдром Белого Рыцаря, как называл его Кассельн, хотя оставалось ещё достаточно политических причин. Как бы то ни было, герцог Лавенграмм, человек огромных амбиций, предсказывал, что в имперском флоте найдется мало офицеров, готовых направить оружие на ребенка. На Древней Земле, когда мусульмане оказались втянуты в гражданскую войну, одна из сторон выставила перед собой оригинальную рукопись Корана. Увидев это, противники бросили оружие и убежали. Параллели были ясны, однако предсказание герцога Лоинграма являлось лишь ребенком желания и заблуждения. Несмотря на беспокойство и сожаление, беженцы, поддерживающие их правительство Союза, находились в точке невозврата. Шокирующая реакция Райнхарда фон Лоенграма разом загнала их в угол из центра ринга. Места для обсуждения не осталось, конфликт теперь мог разрешиться только силой. Укрепление и содержание армии стало неотложным вопросом, и первой целью правительства Союза стала необходимость рассеять все сомнения в его власти над военными, а также укрепить политические позиции, посадив на руководящие должности в армии офицеров из числа сторонников Трунихта. Таким образом, начальник Центра стратегического планирования, Адмирал Куберсли вышел на пенсию по болезни, а бывший исполняющий обязанности Доусон был назначен на его место. Хотя лояльность Доусона получила хорошую награду, военные лидеры не хотели выглядеть так, будто являются ставленниками правительства. До главнокомандующего космическими силами Бьюкока дотянуться было сложно, но вот косвенно задеть Яна они смогли, вызвав эффект, схожий с внезапно раздавшимся над головой громом. Юлиан Минс повышен до звания Мичмана и назначен на должность военного аташе. Он должен занять свой пост не позднее 15 октября. Когда в крепость на сверхсветовой связи дошла эта новость, Фредерика Гринхилл, передававшая Яну эту новость, не смогла поднять глаз. Часть вторая. Осознавая, что здесь и сейчас его власть безгранична, Ян также понимал, что является частью Демократической Республики. Однако, получив этот приказ, он не мог не вспомнить саркастический совет Шонкопфа, когда начальник службы безопасности крепости выражал предельную неприязнь к правительству и предлагал ему стать диктатором. Смирение же означало потворство надменности власть имущих. Лейтенант Фредерика Гринхилл стояла, прижимая к груди папку, пока Ян прошелся туда-сюда по каюте ровно 60 раз. Затем он остановился, снял себе берет и взъерошил свои черные волосы. Фрыкнув, он бросил мрачный взгляд на что-то невидимое и неосознанно сжал берет двумя руками, словно кого-то душил. «Ваше превосходительство!» Наконец сказала Фредерика, стремясь отвлечь его и снять напряжение. Ян, словно нашкодивший мальчишка, схваченный за ухо, виновато взглянул на свою прекрасную помощницу, перестал душить берет и вздохнул. «Лейтенант Гринхилл, Вызовите Юлиана сюда, пожалуйста. Так точно. И еще, адмирал. Извините, но. Знаю, что вы хотите сказать, наверное. Но не могли бы вы просто вызвать Юлиана? Выбор слов Йоном выдавал его неуверенность, но больше ничего из того, что творилось на душе у ее молодого командира, Фредерика прочитать не смогла. И сделала, как ей приказали. Все знали, что Юлиан весьма проницателен, но Фредерике удалось подавить свои чувства. Так что пока он не оказался перед мрачным, как ночь, Яном и не получил в свои руки приказ, юноша и не предполагал, какое несчастье его ждет. Юлиан несколько раз перечитывал предписание. Когда, наконец, смысл этих сухих слов окончательно уяснился в его голове, кровь закипела у него в жилах от ярости. Он переводил искаженный гневом взгляд Яна на Фредерику и обратно. Ему хотелось разорвать приказ в клочья, но он запер это побуждение в клетку разума. «Пожалуйста!» Вы должны отменить этот приказ! вскричал Юлиан. Понимая, что неуместно повысил голос, он все же считал себя вправе дать именно такой ответ. Лишь эмоционально неполноценный человек смог бы сохранить спокойствие, находясь в его шкуре. Юлиан, когда ты был гражданским на службе в армии, твои назначения и переводы зависели лишь от местного командующего. Но теперь ты по-настоящему вступил в армию и обязан исполнять приказы Комитета обороны и Центра стратегического планирования. И я не думал, что придется напоминать об этом, когда все зашло так далеко. Даже при том, что приказ настолько абсурден. А что в нем абсурдного? Юлиан не смог найти прямого ответа и принялся защищаться. В таком случае я лучше снова стану гражданским служащим. Тогда бы мне не пришлось выполнить этот приказ, не так ли? Эх, Юлиан, Юлиан, произнес Ян со вздохом. Он никогда не упрекал Юлиана за сделанный выбор, но теперь юноша сам упрекал его. Возможно, Ян переоценил его зрелость. «Ты ведь уже должен понимать это. Никто не заставлял тебя становиться солдатом. Это было твое решение, помнишь?» «Ты знал, что с момента принятия присяги и выполнения приказов становится частью твоей работы». Ответ Яна было в лучшем случае формальным, если в нем и было что-то убедительное, то не содержание слов, а тон, вызвавший сочувствие у Юлиана. Он попытался восстановить душевное равновесие, но по его покрасневшему лицу было заметно, что это удается ему с трудом. «Хорошо. Я понял». Я выполню приказ и займу пост постоянного военного на физзане. Не потому, что таков приказ Комитета обороны, а потому, что так приказывает адмирал Ян Ванли. Если это все, для чего вы хотели меня видеть, могу я получить разрешение уйти, ваше превосходительство! С застывшим выражением лица Юлиан автоматически поднял руку в воинском приветствии и неровной походкой покинул каюту. Я понимаю, что он сейчас чувствует, сказала Фредерика после недолгого молчания. Я нащутил в ее голосе обвиняющую нотку. Хотя, возможно, это было его собственное предубеждение. Наверное, он думает, что ваше превосходительство считает его расходным материалом. Взгляд Фредерики без слов говорил, что по ее мнению он пренебрегает чувствами мальчика. Расходный материал? Ничего подобного. Обидевшись, попытался объясниться Ян. То есть это слать его означает признать расходным материалом, а оставить рядом со мной признать нужным? Это работает не так. Даже если бы он не был полезен. Я бы хотел, чтобы он оставался рядом со мной. Нет, его необходимость вовсе не вопрос полезности». Потеряв уверенность в силе своих слов, Ян замолчал. Он взъерошил свои волосы, после чего скрестил руки на груди и тяжело вздохнул. За его решением стояло многое, но последнее, чего бы он хотел, это оттолкнуть мальчика, не приложив усилий, чтобы попытаться понять его сторону. «Думаю, мне нужно поговорить с ним», Произнеся это, Ян сам удивился, почему он с самого начала так не сделал. Он уже по горло был сыт своей небрежностью. Большой ботанический сад крепости из Орлон был идеальным местом, чтобы освежиться. Фредерико намекнула Яну, что в данный момент Юлиан, глубоко задумавшись, сидит на скамейке среди деревьев Джекаранды в том месте, где Ян иногда спит. Ян не собирался работать сверхурочно и покинул центральный командный пункт ровно в 5 часов – Отправившись в сад, Ян подошел к скамейке, на которой сидел безутешный Юлиан. Юноша поднял голову и увидел опекуна с банкой пива в руке и серьезным выражением на лице. "Адмирал, не против, если я здесь присяду? Как вам угодно." Ян несколько неловко присел, открыл пиво и сделал уголток пенной жидкости. Потом вздохнул и начал. "Послушай, Юлиан. Да, адмирал, я отправляю тебя на физан лишь потому, что мне так приказали." Хотя на самом деле иметь такого надежного человека было бы неплохо. Но как бы то ни было, я бы предпочел, чтобы ты никуда не улетал. Судя по тому, как идут дела, Изерланд скоро вновь окажется на линии фронта. Думаю, я был бы более полезен здесь. Честно говоря, я не вижу в этом смысла Юлиан. Ян сделал еще один глоток пива и посмотрел на юношу: Все ждут, что имперский флот начнет вторжение через изерландский коридор, хотя нет ни протокола, ни закона, обязывающего врага поступать именно так. Но откуда же в таком случае не вторгнуться? Отправиться в долгий и тяжелый обходной путь? Ведь кроме из есть лишь Физанский коридор. Вот именно. Юлиан аж задохнулся от ответа Яна и стал ждать объяснений. Для герцога Луэнграма нет более эффективной тактики, чем осада из Орлона одним флотом и совершить прорыв через Физанский коридор другим. И у него есть ресурсы, чтобы справиться с этой задачей. Тогда Орлона останется в изоляции, превратившись в галику на обычной дороге. «Но разве это не значит, что Физзан станет врагом Империи?» «Хороший вопрос. Но я бы не рассчитывал на это. На мой взгляд, у Лоенграма есть два варианта, если он захочет пройти через Физанский коридор. Первый — подавить как явное, так и скрытое сопротивление Физзана силой. Второй — вообще избежать столкновения с Физзаном. Я не стал углубляться в объяснение, но Ильян и так понял, что имеет в виду его опекон. «То есть вы хотите сказать, что есть вероятность тайного сговора между Империей и Физаном?» «В точку» я целютовал ему пивом, отдавая должное проницательность юноши. Но Юлиан не мог позволить себе радоваться похвале. Сговор между герцогом Лоинграмом и Физзаном означал объединение величайших военно и экономических сил в галактике, и их целью, несомненно, станет союз свободных планет. Юлиан вырос в сложившихся военно-политических условиях, но теперь он решительно пересматривал сложившуюся в голове схему сборящейся империи союзом, схему с борющимися Империей и Союзом, между которыми расположился Физзан. Такое сложно было принять сходу. «Юлиан, мы, люди, запутались в собственных недоразумениях. Но задумайся на минуту. 500 лет назад Галактическая Империя не существовала. История Союза вдвое короче, а Физзану едва исполнилось 100 лет. Все, чего не существовало на рассвете Вселенной, скорее всего, не будет существовать на ее закате». Постоянные изменения – это обычный ход вещей как с появлением выдающегося человека в лице герцога Лоенграма изменения охватили Галактическую Империю и теперь готовятся распространить ее сеть на все галактическое сообщество. Значит ли это, что и Галактическая Империя... Нет. Династии Голденбаумов тоже настанет конец. Так и будет. На самом деле это уже случилось. Настоящая военная и политическая власть находится в руках Рейнхарда фон Лоенграма. Император бросил свою страну и своих подданных... Даже если название пока не изменилось, перед нами уже династия Лоинграма. Уверен, что вы правы, но мне интересно, действительно ли так велика вероятность того, что Физзан и Империя объединились? Представь, что есть три главные силы. А, Б и С. А и Б находятся в постоянной вражде. В таком случае для С лучше всего спасать А от угрозы Б, помогать Б, если А начинает подавлять его, или просто поддерживать конфликт между А и Б, пока они не уничтожат друг друга. Но если влияние А возрастет столь сильно, что даже обеднившись, Б и С вряд ли смогут противостоять ему, не будет ли лучше для С объединиться с А и вместе напасть на Б? Но если так, то разве невероятно усилившееся А остановится после уничтожения Б и не нападет на С? И разве С в этом случае не лишится своей независимости, придя к гибели в некотором смысле? Молодой адмирал с уважением взглянул на юношу. «Совершенно верно. Я вел как раз к этому», Предлагая свою финансовую помощь и стратегическое положение герцогу Лоинграму, Физан вероятно потеряет независимость. Как же он планирует выйти из этой ситуации? Ян задумался, вертя в руках банку с пивом. А возможно, цель Физана не в том, чтобы ее сохранить. Нет, это слишком большое потворство интуиции. Я думал, что Физан намеревается монополизировать всю экономику новой объединенной империи, но теперь я уже не уверен в этом. Юлиан наклонил голову, и его льняные волосы всколыхнулись. «Если дело не в материальной выгоде и не в личном интересе, то, может, это что-то духовное?» «Духовное?» «Идеология, например? Или религия?» Теперь настала очередь Яна удивленно расширить глаза. Он немного покачал банку с пивом в руке. «Религия, говоришь? Что ж, да, это возможно. Может, я ошибался, считая физанцев кучкой поверхностных и логичных реалистов?» «Религия...» «Действительно». Сам Юлиан не заходил далеко по цепочке своей логики, чтобы прийти к каким-то выводам, а просто озвучил пришедшую в голову мысль, и потому заинтересованность Тиана его скорее смутила, чем обрадовала. Он откашлялся и озвучил командующему свое согласие с назначением. «Если бы я оказался на физзани и смог раскрыть хотя бы часть их планов, помимо отслеживания и передвижения Имперского флота, это было бы полезно для вас, адмирал, верно? В таком случае я буду рад отправиться туда. Спасибо». Но есть еще одна причина, почему я думаю, что тебе следует отправиться на Физзан, Юлиан». «Какая же?» «Как бы это выразить? Галя на гору с одной стороны, тебя никогда не увидеть ее целиком». «Ладно, забудь. Я хотел спросить тебя кое о чем более важном». Ян закинул ногу на ногу. «Рано или поздно нам придется рискнуть жизнью в сражении с Райнхардом фон Лоенграмом. Кстати, Юлиан, ты действительно считаешь герцога Лоенграма воплощением зла?» «Я так не думаю, но...» Юлиан был задачен вопросом. И правда, воплощение зла существует лишь в художественных произведениях. Я настановился, чтобы посмеяться над собственным наблюдением. Если что и является злом, так это тот факт, что союз помогает старому имперскому режиму. Это не только ускоряет ход истории, но и поддерживает тех, кто стремится к ее развороту. Возможно, однажды история изобразит нас как плохих парней. Не понимаю. Как такое может, это не редкость. И Ян попытался представить себе будущее, в котором Райнхард фон Лоенграмм стал верховным правителем и принес мир и порядок всему человечеству. Тогда династии Голденбаумов стали бы говорить уничижительно, а союз свободных планет считался бы врагом, стоявшим на пути к единству. А Яне, в частности, в учебниках истории написали бы что-нибудь вроде «Если бы не он и его жажда крови, объединение человечества было бы достигнуто гораздо раньше». Мысль о существовании совершенного добра и абсолютного зла всегда была проклятием для человеческого духа. Гармония и сострадание невозможны, если каждая из сторон считала себя добродетельной, а врага – гнусными мерзавцами. Многим это послужило единственным оправданием перед побежденным противником. Я не был святым крестоносцем, исполняющим волю Бога, как военный он вынужден был принимать непростые решения. Если бы он родился в иное время и в ином месте, он бы, конечно, пошел другим путем, Ян был не из тех, кто обманывает себя. Полагаю, что только из-за того, что он верит в справедливость, будущие поколения последуют его примеру. Пока его мотивы субъективно верны, результат не имеет значения. Но для него это был единственный верный образ мыслей. Человеческие существа не созданы для того, чтобы выносить знания о том, что они злы. Отстаивая свою праведность, они становятся наиболее сильными, жестокими и безжалостными. Лишь потому, что Рудольф Великий верил в свою праведность, пролил столько крови. И хотя его правление было окрашено багровым, оно все же было мирным. Или, быть может, он лишь делал вид, что это так, ибо когда в доспехе самооправдания, которым он окружил гранитную башню своего тела, открылась трещина, не стало ли это основой его эго? Елиан, ты знаком с преданием о Ноевом потопе? Это Бог, а не дьявол, уничтожил тогда всех, кроме семейства Ноя? Можно сказать, что легенды и мифы всех монотеистических религий подтверждают эту истину. Именно Бог, а не дьявол, правит человечеством при помощи страха и насилия. Ян понимал, что опустился в крайность с этим примером, но невозможно переоценить чрезмерную относительность добра и зла. Единственное, на что способны люди, видя бесчисленные события, происходящие в их поле зрения, это стремиться выбрать лучший вариант. Тем же, кто верит в абсолютную справедливость, он предложил бы объяснить огромные противоречия, кроющиеся во фразе «борьба за мир», так что, Елеан, когда ты окажешься на Физзане, попробуй посмотреть, не отличается ли их чувство справедливости от нашего. Это будет для тебя полезным опытом. По сравнению с этим взлеты и падения государств бледнеют по значимости. Это высшая истина. Даже взлеты или падения Союза свободных планет? Ян взъерошил свои черные волосы и улыбнулся. Да, хотя я могу лишь надеяться, что его полет продлится достаточно долго, чтобы я получил свою пенсию. Даже с исторической точки зрения союз был создан как полная противоположность политической идеологии Рудольфа фон Голденбаума. Это я могу понять. Конституционное правительство идет против самодержавия, прогрессивная демократия против нетерпимого авторитаризма. Мы защищаем эти идеологии, как если бы они были естественным выбором и применяем их на практике. Но если все, сделанное Рудольфом, было отвергнуто и похоронено Лоинграмом, я не вижу причин для продолжения существования союза как такового. Юлиан промолчал. «Подумай, Юлиан. Насколько бы оторванным от реальности ни был человек, в здравом уме он не будет искренне верить в бессмертие. И все же тебе не кажется, что вокруг до странности много глупцов, верящих, что их государство нерушимо? Юлиан вновь не ответил, лишь посмотрел на молодого адмирала своими темно-карими глазами. Мысли Яны часто развивались вне пространства и времени и принимали крайне откровенную форму выражения, что нравилось не только Юлиану, но и Фредерике. «Юлиан!» Государство это не более чем базовые инструменты. Никогда не забывай об этом, и, возможно, тогда ты будешь держаться за то, кто ты есть. Ян считал, что худшая болезнь, порожденная человеческой цивилизацией, это вера в свою нацию. На самом деле это не более чем механизм, с помощью которого можно эффективно продвигать взаимодополняющие отношения между живущими в нем. Не было никаких других причин, по которым ими управляли инструменты или точнее большинство позволяло управлять собой избранным, знающим, как использовать эти инструменты. Ян не считал, что Юлиану нужно, чтобы его окружали такие люди, он не сказал этого, но предполагал, что юноша сможет найти утешение в жизни на Физзане. Для Юлиана было бы лучше отказаться от Союза и стать физзанцем. На данный момент Ян был удовлетворен тем, какое будущее ждало его подопечного. «По крайней мере, Кассельн сделал хоть что-то правильное, он привел тебя ко мне», Ян собирался сказать это вслух, но каким-то образом потерял слова, рассеявшиеся словно туман. Так что он молча смотрел в неестественные сумерки, сгустившиеся над ними. На его скрещенных ногах лежали пустая пивная банка и черный берет, казалось, молившая пощади из-за многочисленных злоупотреблений своего хозяина. Часть третья. Весть о том, что Юлиан Минс покидает Изерлон, стала неожиданностью для офицеров штаба Яна. Когда старший товарищ Яна по Академии, Алекс Кассельн, узнал об этом, то припомнил свое давнее обвинение. «Так ты, наконец, набрался храбрости избавиться от Юлиана?» Вопрос прозвучал риторически. «Должен сказать, я удивлен. Я ничего не могу с этим поделать. Таков приказ комитета обороны». Кроме того, мне тоже было 16, когда я покинул отца и поступил в военную академию. Может, и ему пришло время начать самостоятельную жизнь? Неплохое осуждение, но как ты сам будешь обходиться без Юлиана? На этот раз Кассельн казался искренне обеспокоенным, что еще больше раздражало Яна. Лейтенант Гринхилл спросил то же самое: почему все думают, что я без него пропаду? Потому что это правда. Припечатал Кассельн с уверенностью, не оставляющей места для возражений. Пока Ян пытался найти едкий ответ, Кассельн попросил его пригласить Юлиана на ужин. Когда юноша отправятся на Физзан, возможность для таких семейных посиделок будет для него потеряна. Если что-то в Яне вызывало неудовольствие у Кассельна и Шонкопфа, так это то, сколь прямолинейным он был, читая лекции Юлиану. По мнению Кассельна, слушатель лекции был более взрослым, чем тот, кто их читал. «Только люди без здравого смысла допускают такую ошибку, как попытки убедить чем-то других, обращаясь к их здравому смыслу», «Это верно. Ведь дети часто не слушаются родителей, но подражают им. Бессмысленно просто говорить об этом». Слушая их разговор, Ян чувствовал себя не на своем месте рядом с этими самоотверженными хранителями здравого смысла. Но у Кассельна, по крайней мере, было гармоничное домашнее хозяйство. Хотя, по мнению Яна, штаны в семье носила жена, а не муж. А вот слышать обвинения в неправильном образе жизни от Шанкопфа, который был на три года старше его и до сих пор оставался холостяком, являясь воплощением халифа из «Тысячи и одной ночи», Ян причин не видел. Впрочем, сейчас Яну было не до словесных состязаний, так как у него имелось важное дело. В полученном им приказе также говорилось о том, что он должен выделить Юлиану охрану, и этим он никак не мог пренебречь. В конце концов, Ян согласился с Фредерикой Гринхилл, предложивший на эту должность кандидатуру прапорщика Луиса Самашенга. Тот был порядочным человеком, служившим телохранителем самого адмирала. А Генерал-майор Шанкоп вдал гарантию его преданности и силы. Так что Ян был уверен, что Машенга сможет защитить Юлиана, а может что-то и посоветовать. Ведь все офицеры, дислоцированные на Физзани, наверняка были завербованы Трунихтом, и на вражеской территории представительства Союза Машенга будет единственным и самым надежным союзником Юлиана. Во главе военной части представительства стоял офицер в чине капитана, Ему подчинялись еще шесть офицеров и восемь атташе. Капитан занимал третью по старшинству должность в представительстве после самого посла и его секретаря. Шесть подчиненных ему офицеров были из наземных войск, атташи же состояли из солдат низших званий, и Юлиану предстояло занять место среди них. Ян чувствовал за всем этим подковерные игры и ощущал неловкость из-за всего этого, но поскольку Юлиан сам согласился, он не мог упустить возможность отправить юношу туда, где он окажется в кругу сверстников. Задумавшись, не слишком ли он опекает Юлиана, Ян решил, что нет, так как в 16 лет он сам еще не занимался никакими официальными делами и никогда не покидал страну. Приняв решение назначения назначении Машенга, Ян перешел к следующему по порядку делу. Написал письмо главнокомандующему флотом Союза адмиралу Бьюкоку. Юлиан отправлялся на Физан не напрямую, а через Хайнесон, где должен был получить официальное уведомление назначения в Центре стратегического планирования. Поэтому Ян собирался попросить его передать письмо лично, хотя существовала возможность, что люди из провоенной фракции Турнихта постараются помешать, но если кто и сможет ускользнуть от них, так это всегда находчивый Юлиан. В письме Ян указывал на вероятность того, что герцог Лоенграм и Физзан находятся в сговоре, или по крайней мере объединились после похищения Императора. К немалому огорчению Яна, доказательства у него были только косвенные – Похищение не испортило репутацию Лоэнграма, как могло испортить убийство. Похитители успешно скрылись от прекрасно организованной имперской службы безопасности. Сразу же после объявления о создании правительства в изгнании, Лоенграм с почти ясновидческой быстротой объявил войну. Этих доказательств было достаточно только, чтобы строить предположения. Герцог Лоэнграм провозгласил наведение порядка с помощью военной силы и, скорее всего, пойдет в наступление при поддержке своей непобедимой армии. Но я ни на секунду не верил, что одного лишь похищения достаточно, чтобы заставить Райнхарда отправить войска, а завалить из коридор трупами имперских солдат и офицеров было бы слишком глупо. Не атака на из могла быть лишь отвлекающим маневром, в то время как другая часть огромной армии проникает на территорию Союза через беззащитный физанский коридор. И если ею будет управлять кто-то столь же неудержимый, как Вольфганг Миттермайер, то даже если Яну удастся увести флот с Азерлона, Столичная планета Хайнесен попадет в руки имперцев задолго до того, как он сможет прийти на помощь. Кроме того, ни один имперский командующий, оставленный в районе Зерлона, а в первую очередь знаменитый адмирал Оскар фон Роенталь, не останется в стороне, если Ян решит покинуть крепость. При наихудшем сценарии развития событий, Ян с патрульным флотом попадет в клещи между флотами сильнейших адмиралов империи. И даже если Яну удастся одолеть их, где-то его будет поджидать величайший военный гений из всех, кого он только знал. Райнхард фон Лоенграм Должно быть, он забегал слишком далеко вперед, но возможность того, что имперский флот использует Физзанский коридор для вторжения, была слишком опасна. Если такое произойдет, враг не только попадет на территорию Союза, но и получит огромную базу поддержки в виде Физзана. Также Ян указал пугающим тот факт, что Физзан собрала множество звездных карт для ведения торговли и полетов в различные системы. Если имперцы присвоят их, то смогут заметно сократить преимущества даваемая за ведением войны на знакомой территории. 158 лет назад, во время битвы при Дагоне, главнокомандующий флотом Союза Лин Пяу и начальник штаба Йозеф Топпорол заманили невежественных имперских командиров, похожий на лабиринт звездной системы Дагон, что принесло им на блюдечке великую победу и полное уничтожение противника. Но если бы захватчики использовали точные карты, все могло бы обернуться совершенно иначе. Я надкинулся лобачелку, думая о том, насколько же меньше ему повезло по сравнению с теми великими командирами прошлого. Лин Пяо и Йозефу Топпаролу нужно было лишь найти подходящее поле боя. В те времена Союз был полон жизненных сил. Его граждане искренне верили в правительство, которое они выбрали по своей воле, исходя из собственного чувства ответственности. И правительство честно исполнило свои обязанности, так что никто из находящихся на линии фронта не имел повода усомниться в нем». Военные победы не могут компенсировать бесплодную политику. Таков был исторический факт. Не было примеров того, как политически неполноценные страны достигали окончательного военного успеха. Все великие завоеватели, без исключения, начинали как талантливые политики. Разумная политика может компенсировать военные неудачи, но никак не наоборот. Военное дело – тоже часть политики. Самое жестокое, самое варварское и неуклюжее. Лишь те, кто чей разум попал в рабство к неумелым политикам и высокомерным военным, считали военную мощь чудодейственным лекарством. Когда главнокомандующий Лен Пяо доложил в столицу об ошеломляющем успехе в битве при Дагоне фразой «Готовьте 200 тысяч бутылок шампанского», глава Верховного Совета Союза Мануэль Хуан Патрисио как раз играл партию в трехмерные шахматы с председателем Комитета обороны Карнелом Янгблудом в своей официальной резиденции. Прочитав доставленное секретарем письмо, глава совета, затаив дыхание и с трудом сдерживая эмоции, повернулся к молодому представителю Комитета обороны, жаждавшему объяснений: Похоже, эти негодеи проделали впечатляющую работу. Если столкновение правда завершено, то нам придется обзвонить до сотни баров и таверн. Слава давно минувшего легендарного века! Ян поднял рукой невидимый бокал шампанским. Кто-то однажды сказал, что прославлять прошлое. То же, что увидеть издалека профиль женщины и решить, что она прекрасна, даже не узнав, как она выглядит на самом деле. Если отставить в сторону истинность этого сравнения, прошлое все равно останется чем-то, что нельзя вернуть в настоящее. Для Яна разрешение сложившейся ситуации было лишь еще одним аспектом реальности. Часть четвертая. Юлиан занимался подготовкой к отъезду, но поскольку его хозяйственные навыки были намного лучше, чем у опекуна, то он опережал график. Тяжелее для него были мысли о склонности Яна к выпивке, поэтому он несколько раз призвал его к осторожности. «Алкоголь – друг человека. Как же я могу бросить друга?» Дружелюбно отозвался тот. «Для людей возможно. А вот что думает сам алкоголь? Алкоголь не хочет ничего иного, кроме как быть выпитым. Люди пили его пять тысяч лет назад, и они пьют его и сейчас. Это я заметил. Я может быть уверенным, через 5000 лет они по-прежнему будут пить его, если, конечно, останется кому это делать? Меня волнует не то, что будет через 5000 лет, а то, что слышится в следующем месяце. Ну и Лиан не стал дальше развивать эту тему и давить на молодого адмирала, чтобы не расставаться на плохой ноте. Хотя в последние дни Ян действительно стал заметно больше пить, и юноша беспокоился, что это скажется на его здоровье. Следующий вопрос. Сможете ли вы утром встать ровно в 7 часов? Если я не буду вытаскивать вас из постели, конечно смогу. Тут же ответил Ян, рефлекторно блефуя, но не ощущая при этом никакой уверенности. В самом деле, что-то я сомневаюсь. Юлиан, если кто-то услышит наш разговор, тебе не кажется, что они могут подумать, что Ян Венли не способен сам о себе позаботиться? Ян, похоже, рассчитывал на ответ, но Юлиан лишь пожал плечами, ожидая продолжения. До твоего появления прекрасно справлялся сам, ведя хозяйство в доме и на участке. «А плесень и пыль были вашими друзьями, и вы просто не могли поднять на них руку?» — усмехнулся Юлиан. Ян хотел было возмутиться, но не смог, разразившись вместо этого нервным смехом. Он вспомнил их первую встречу ранней весной четыре года назад. Утреннее солнце освещало упорно держащиеся следы зимы. Воздух был плотным и безжизненным. Ян, одетый в пижаму, валялся на диване, размышляя над тем, как провести этот обещавший быть долгим выходной. Обычно он использовал выходные, чтобы доделать то, что не успел закончить на работе. Впрочем, ему в любом случае некого было пригласить на свидание. Заметив, что его чашка пуста, он встал и пошел налить себе черного чая, когда в дверь постучали. После третьего звонка в домофон он открыл дверь и увидел на пороге мальчика лет 12 двумя руками державшего чемодан, словно это какой-то крупногабаритный аксессуар. Из-под волос, прилипших к вспотевшему лбу, на молодого главу семьи Ян смотрели его карие глаза. «Вы ведь капитан Ян Венли?» Ян задумался, стоит ли отвечать, так как вопрос мальчика содержал также и ответ. И все же он удержался от безответственной мысли отправить визитера в соседний дом и кивнул. «Здравствуйте, рад познакомиться с вами. Меня зовут Юлиан Минц. Мне порочно заботиться о вашем доме». Мальчик выглядел совсем юным, и Ян задался вопросом, не слишком ли помешают такие дополнительные обязанности его жизни... Но прозвучавшее следом имя развеяло его сомнения. «Меня прислал сюда его превосходительство комодор Кассельн». В то время Ян был капитаном, а Кассельн — коммодором, служившим в штабе и отвечавшим, в частности, за выполнение закона Треверса, согласно которому сироты погибших в бою солдат воспитывались семьями других военных. «Поумнево вы вышли встречать меня с зубной щеткой во рту». Ян ничего подобного не припоминал. Он решил, что мальчик просто сочиняет, но не стал говорить это вслух. В случае возникновения споров, весы веры всегда склонялись не в его сторону. Как-то раз Кассельн сказал ему, что когда ему требуется какая-то информация на его счет, он обращается к Фредерике Гринхилл, если это касается государственных дел, и к Юлиану, если это касается дел личных. Почему же просто не обратиться к нему? Ответ был решительным. Всем нужна точная информация. Но может ли тот, кто путает левое и правое в зеркале, нарисовать точный автопортрет? Метафора Яну не понравилась, но он подумал, что принимать к сведению суждения друзей и подчиненных его обязанность. С другой стороны, Кассельн мог таким образом просто издеваться над своим младшим товарищем. Ильян был не единственным, кто готовился к отъезду. Меркацию, который, несмотря на недовольство, наконец согласился принять назначение министром законного правительства Галактической Империи, и его адъютант Шнайдер также собирались покинуть крепость, у Яна не оставалось иного выбора, кроме как отпустить Меркацца, ну а Шнайдер тенью следовал за своим командиром, куда бы тот ни шел. Когда Юлиан заглянул кассельно попрощаться, человек, ответственный за его знакомство с Яном, сказал: Не спи там с кем попало. Ты заставишь шарлоту плакать! Трудно было понять, шутит он или нет. Юлиан неловко улыбнулся, мысленно отмечая собственную реакцию. У инструктора Юлиана по пилотированию, Оливера Поплана, было другое мнение: Если б ты только остался в крепости еще на год, ты так много не успел! «Да, я бы хотел еще многому у вас научиться». «Точно. И я говорю не только про управление спартанцем. Я бы предпочел научить тебя более приятным вещам», — сказал молодой ас, зная, как трудно стоящему поблизости Яну молчать при этом разговоре. «Когда мне было 17, я сбил своего первого противника и завоевал свою первую женщину. С тех пор я продолжаю одерживать победу на обеих фронтах, и там, и там уже трехзначные цифры», Юлиан ограничился сухим удивлением, не став ничего говорить. Хотя, будь рядом Шенкопф, он бы не применил высказать циничный комментарий на тему того, что Поплан предпочитает количество-качество. Но 16-летний Юлиан не имел возможности сказать это. Он до сих пор иногда краснел от одного лишь присутствия Фредерики Гринхилл. Поплан почувствовал, что теряет своего протеже. «Береги себя!» Товарищ Поплана, Иван Конев, поначалу ограничился лишь этой вежливой фразой, но потом что-то припомнив добавил. «Кажется, у меня есть кузан на Физзане. Правда, я никогда не встречался с ним, да и Физзан огромен». Он пожал Юлиану руку и в последний раз пожелал ему всего хорошего. Начальник штаба Адмирал Мурай, человек, наделенный большим дотошностью, а также прекрасными управленческими способностями, находился в своей собственной лиге. Он производил впечатление бюрократа, и Юлиан никогда не был с ним особенно близок, но и не попрощаться тоже не мог. Приняв юношу у себя в каюте, Мурай высказал обычные формальные слова поддержки, но затем сменил тон: Что ж, полагаю, теперь я могу это сказать. Моя работой было сделать так, чтобы адмирал Ян выглядел лучше. О, не делай такое лицо! Я не жалуюсь и не пытаюсь никого винить. Хотя Мурай и улыбнулся, Юлиан понял, что должно быть обвинило во взглядом в несправедливости к Яну. Адмирал Ян относится к тому редкому типу людей, кто сочетает в себе таланты боевого командира и офицера штаба. Люди думают, зачем такому человеку нужен офицер штаба? Понимая это, я лишь советовался с ним по вопросам стратегии. «Разве это не так?» – подумал Юлиан, но на этот раз спрятал свои мысли за нейтральным выражением. Мурай снова улыбнулся. «Когда я решил служить в штабе героя Эльфасиля, то спросил себя, какую роль я должен выполнять. Ответ на этот вопрос пришел мне в голову лишь после захвата из Эрлона. Только тогда я осознал свою роль» я сознательно высказывал аргументы, основанные на традиционных решениях и здравом смысле. Даже спорил с адмиралом Меркатсом. Это было тяжело, иногда могло выглядеть некрасиво, но ты ведь понимаешь, чего я этим добивался. Да, я понимаю, но почему вы говорите об этом сейчас? Не мог не спросить Юлиан, который был по-настоящему удивлен. Действительно, почему? Это может прозвучать странно, но в тебе есть что-то, что заставляет окружающих доверять тебе. Наверняка командующие и все остальные многое тебе рассказывают. Постарайся не терять этого качества. Оно очень пригодится тебе в будущем». Хотя последняя часть прозвучала как несвежая проповедь, Ильян знал, что это сказано из благих побуждений. Он поблагодарил Мурая и распрощался с ним, думая о том, что понял одну из возможных причин, почему-то ему удалось стать таким хорошим штабным офицером. У Яна были веские причины сделать его начальником штаба, но до того, как он услышал об этом от самого Мурая, юноша и не подозревал об их взаимопонимании. Затем Юлиан по очереди попрощался с контр-адмиралом Фишером, командором Патричевым и контр-адмиралом Аттенборо. Каждый по-своему выразил свое сожаление от расставания. Фишер молча похлопал его по плечу, Патричев сделал то же самое, хотя и слишком сильно, и высказал несколько слов ободрения. Аттенборо же вручил ему старый позеленевший ключ, сказал, что это талисман, приносящий удачу. Когда Юлиан спросил, какую удачу он принес ему самому, младший из адмиралов из Орлона широко улыбнулся. Но когда я учился на первом курсе Академии, когда бы я не нарушил комендантский час, перебираясь через забор, некий дежурный старшекурсник по имени Ян Венли всегда делал вид, что смотрит в другую сторону. Теперь этот нахальный старшекурсник так извелся заботой о безопасности Ильяна, что вызвал смех у генерала Шункопфа. «Именно поэтому с ним отправляется Машенга. Более надежного телохранителя ждать не приходится. Но даже Машенга не может быть рядом с ним 24 часа в сутки. «Не волнуйтесь, адмирал, Елеон и сам дерется и стреляет уж точно получше вас». «Такая формулировка? Неприятно?» «Нет, просто сбивает с толку. Мне восхищаться им или волноваться? Ведь чтобы быть лучше меня, особых навыков и не нужно? Давайте остановимся на первом». Ян сдался и закончил разговор на эту тему. Тем же вечером, за ужином, Ян вручил Елиану подарок. «Вот, возьми. Это может тебе пригодиться». С этими словами Ян протянул ему карту Полариса, одного из пяти крупнейших банков Физзана. Приняв ее, Юлиан был потрясен, увидев, что на его имя открыт счет, содержащий сумму, равную половине годового жалования Яна. Он попытался было вернуть карту обратно, но молодой адмирал поднял руки. «Я настаиваю, просто возьми ее с собой. По крайней мере, тебе не придется беспокоиться о деньгах». Ян, конечно, зарабатывал неплохо, не только потому, что у него было высокое жалование, но и потому, что он, в отличие от Юлиана, был экономным. Когда юноша поступил на государственную службу, Ян выразил свои сомнения и неудовлетворенность по поводу системы заработной платы, так как его налоги внезапно выросли. Юлиан же в своей беспечности не осознавал, что больше не является иждивенцем, только бережливость Яна спасала его от банкротства. Среди предметов домашнего обихода и одежды Ян всегда довольствовался дешевыми товарами и выцветшими хлопчатобумажными рубашками. Покупая солнцезащитные очки, он как-то полчаса слушал, как его подчиненные говорят о дорогих брендах, а сам купил самую распространенную марку. По его мнению, от подобных аксессуаров требовалось лишь, чтобы они не спадали и защищали от солнца. Также его не заботила покупка первых изданий книг. А что касается алкоголя, то он не мог отличить марочное вино 760 года от вина 762 Материальные ценности вообще мало его интересовали. Правда, он частенько ел в ресторанах для высокопоставленных офицеров, но лишь потому, что там он мог наслаждаться некоторой свободой общения. Ян позаимствовал эту мудрую идею Фредерики и не был столь мелочным, чтобы не воспользоваться ею, хотя можно также проследить мотивацию этого поступка до его отца. «Наличие такого количества денег, какое ты можешь контролировать», обычно говорил тот, «гарантирует тебе свободу действий». «Большое спасибо, адмирал! Я не потрачу впустую ни цента!» Принять добрую волю Яна было лучшим способом вознаградить его. «Не сомневаюсь». Используйте деньги, если почувствую, что это необходимо. И еще одно. Не мог бы ты передать от меня письмо адмиралу Бьюкоку? Ян вручил Юлиану рукописное письмо. Впоследствии это письмо станет одним из доказательств того, что Ян являлся не просто заурядным стратегом, а гением и невероятно проницательным человеком. Но Юлиан, конечно, не мог заглянуть так далеко в будущее. Хорошо, я обязательно доставлю его главнокомандующему лично. Я на тебя рассчитываю. Улыбнулся Ян но выражение его лица почти сразу посерьезнело. Послушай, Юлиан, мы говорим не просто о чьей-то жизни. Это твоя жизнь. Помни об этом, я всегда думаю в первую очередь о себе. Кроме того, Ян, казалось, собирался сказать что-то еще, но потерял слова. Когда же он снова заговорил, это было обычное Не простудись и береги себя. Вы тоже, адмирал, ответил Юлиан, подкрепляя волну эмоций. Пожалуйста, постарайтесь поменьше пить, ладно? И ешьте побольше овощей. Э, ты никогда не перестанешь, да?» Ян подмигнул ему и взял Юлиана за руку. Рука Яна была теплой, сухой и мягкой на ощупь. Юлиан надолго запомнил это ощущение. 1 сентября в полдень Юлиан Минц покинул крепость Зерлон на борту крейсера Танатас-3 вместе с адмиралом Меркаццем, лейтенантом Шнайдером и прапорщиком Машенга. Ни Юлиан, ни Меркац, ни хозяин крепости Ян не любили церемоний, но проводы были проведены с размахом, которые некоторые могли бы назвать грандиозным. Адмирал Ян, известный своими двухсекундными речами, нарушил традицию, разразившись в сто раз более длинной. Рациональное зерно по-прежнему занимало в ней лишь небольшую часть, так что для всех присутствующих открылись его самые сокровенные, хотя и несколько детские мысли. Все отбывающие получили букеты от дам, кроме Ильяна Минца, самого молодого в истории военного атташе Союза, который удостоился чести получить букет от дочери Кассельна, Шарлотты Филлис этот шаг вызвал восторженные аплодисменты. Хотя Ян и Кассельн поначалу не планировали афишировать это событие, а также были против традиции дарить цветы. «Букеты нельзя есть», — заявляли они. Дело решили слова Фредерики Гринхилл, которая выслушала много безответственных идей и, наконец, сказала. «В этом случае церемония необходима, но не обязательно официальная». Против этого спокойного утверждения возражений не нашлось. «Итак, я спрашиваю вас, товарищи, кто самый мудрый человек в нашей могучей крепости из И история, закончившаяся этим вопросом, вызывала смех у всех, кто ее слышал, не смеялись лишь те, кто были ее участниками. Кассельны и остальные решили, что слухи об этом распространяли Вальтер фон Шенкопф или Оливер Поплан, если не оба сразу, хотя доказать что-либо не представлялось возможным. В любом случае, Ян и, как ни странно, Кассельн чувствовали себя все более бесполезными. Такое впечатление произвела на них эффективность, с которой справлялась с делами Фредерика, вдохновляя всех исполнить свои роли. После церемонии, когда Фредерику вызвали к адмиралу, она нашла его сидящим, закинув ноги на стол и мрачно взирающим на океан звезд на обзорном экране. В руке у него был бокал с бренди, а пустая на две трети бутылка стояла рядом на столе. «Адмирал!» – мягко произнесла девушка после короткого колебания – Ян повернулся к ней с выражением мальчишки, пойманного на шалости, но сегодня у Фредерики не было настроения для игр. Он улетел. «Да». Ян кивнул, поставил на стол пустой бокал и собрался вновь наполнить его, но отставил бутылку. Фредерика не могла сказать, сдержался он ради нее или кого-то, кого больше не было рядом. «Наверное, к нашей следующей встрече он станет немного выше», — сказал Ян сам себе. Глава 6. Операция Рагнарёк. Часть 1. Порядка 100 миллионов человек и миллион кораблей. Эти слова передавали шепотом из в в залах имперского генерального штаба после сурового объявления войны Союза Свободных Планет и законному правительству Империи главнокомандующим флотом герцогом Райнхардом фон Лоенграмом. После того, как были произнесены слова «привести к порядку военной силой», молодые люди незнатного происхождения, которые не подлежали призыву, бросали свои работу и школу и толпами сбегались в призывные пункты флота. Среди них было много и таких, кто оставил службу и временно вернулся в родные города, а теперь ушел от мирной жизни, чтобы занять свое место в строю. Рейнхарду удалось разжечь среди простых людей ненависть к деспотизму и элит династии Голденбаумов и тем самым с новой силой пробудить враждебность к союзу свободных планет. Долой недобитую аристократию! Не дадим им вновь поработить нас! Защитим права народа! дала и сообщников недобитой аристократии так называемый «Союз Свободных Планет». Не прошло и недели, как эти лозунги оказались у всех на устах, зерно, посеянное Рейнхардом, попало в благодатную почву. Лозунги пробудились в народе. Объявив войну, Рейнхард вовсе не призывал народ империи к оружию прямо, во всяком случае он предпочел ускрыть тот факт, что «Союз Свободных Планет» не был непосредственным инициатором объединения с высшей аристократией, дабы это выглядело как осмысленный шаг. И, наконец, самое главное, он скрыл свое участие в похищении императора. Люди же руководствовались собственным ощущением угрозы, у них из рук уже некогда забрали социальную и экономическую справедливость, поэтому они не могли не бояться возвращения привилегированного класса к власти. Впервые за долгое время адмирал имперского флота Нейхард Мюллер появился в Адмиральском клубе «Морской орел» в первую субботу сентября. Этим утром, только покинув больницу после продолжительного лечения, Мюллер произнес речь перед советом Райнхарда, получил уведомление о возвращении на действительную службу и немедленно отправился прямо в клуб, где его товарищи, несомненно, проводили время. Он был одним из лучших среди адмиралов имперского флота, если не считать Райнхарда, самым молодым. Кроме того, он не был женат, поэтому ему не надо было бежать домой со словами «Я уж было думал, что навсегда буду прикован к больничной койке. Надеюсь, ты не слишком волновалась». Он улыбнулся, когда Миттермайер и Роенталь встали из-за небольшого покерного стола, чтобы поприветствовать его. Ураганный волк заказал у студента Академии, работающего в клубе официантом кофе, и пожал Мюллеру руку. И все же Астрадам выписался из больницы. Все эти разговоры о порядка 100 миллионов человек и миллионы кораблей стали отличным пинком, в котором я так нуждался, они а распространяются словно лесной пожар, — сказал Мюллер, усаживаясь за стол. Но единственный ли это способ мобилизовать народ? Разноцветные глаза Ровенталя блеснули. Но количественно это вполне возможно, но на практике это совсем другая история. Первая стоит проблема снабжения. Непростая задача – прокормить 100 миллионов человек. На практике всегда все сложнее, чем на бумаге. Каждый из них мог бы подписаться под словами Миттермайера. Постоянные задержки и перебои в снабжении на линии фронта всегда выводили их из себя, поэтому они слишком хорошо знали, что войну нельзя вести только на бумаге. Трудно было выразить их гнев и досаду каждый раз, когда они видели горы провизии, испорченные по недосмотру, поскольку недостаток транспорта в очередной раз срывал план снабжения. Нехватка провизии заставляла их отступать с тщательно укрепленных баз и возвращаться домой чаще, чем им хотелось бы признавать. После недолгой беседы, Райнтель поднялся из-за стола и попрощался с двумя своими товарищами, глядя на то, как его элегантная фигура исчезает за дверью, Миллер улыбнулся ураганному волку. «Я слышал, адмирал Рейнталь завел себе новую любовницу. Похоже на то!» — ответил с усмешками Миттермайер, но выражение его лица говорило, что голова его занята гораздо менее приземленными мыслями. Все знали, что Рейнталь бабник, но его отличила одна особенность — его можно было назвать серийным однолюбом. Хотя ни одни его отношения не были продолжительными, каждый раз, когда у него образовывалась женщиной связь, он не обращал внимания на других женщин. Может быть, именно по этой причине женщины, которых он так безразлично вычеркивал из своей жизни, все еще верили, что его сердце принадлежит им, и поэтому случаи, когда они затаивали на него обиду, были удивительно редки. Хотя его и не волновало, что о нем думают. Рентель меняет женщин словно перчатки. Прошло уже пять месяцев. Адмирал Маклингер, человек искусства, любил записывать циничные фразы вроде Прошлогодние цветы не расцветут снова в этом году на полях своей записной книжки. Само собой, на критику и лиценизм Роентель не обращал никакого внимания. Миттермайер знал, что распутство его товарища было результатом тяжелой моральной травмы, мать пыталась выколоть ему правый глаз, но он не собирался раскрывать эту тайну, поэтому Миттермайер маскировал ее за туманными заявлениями вроде «Любая женщина, что влюбляется в него, испорчена настолько же, насколько и он». «Почему женщины во время грозы прижимаются к подушке?» С невозмутимым лицом спросил однажды Руэнталь. Вопрос озадачил даже Миттермайера. «Думаю, потому что они испуганы?» Только и смог выдавить он. Руэнталь не согласился. «Почему они прижимаются к подушке, когда могут прижиматься ко мне? Думают, подушка их спасет? Бессмысленно было искать рациональное объяснение, но, как и в вопросе военной тактики, молодой адмирал с разноцветными глазами пытался его найти. «В этом все женщины. Бесполезно задавать вопросы, они даже сами себя не понимают. Меттер сдался. Свечка он не держал, поэтому не был в курсе всех побед своего товарища вне поля боя. У него самого была дома семья, но в такие моменты Руэнталь не признавал авторитет женатого мужчины. «Спустись на землю. Не может быть такого, чтобы ты понимал женщин лучше меня». После такого ситуация начинала накаляться. «Я понимаю Евангелину, а Евангелина – женщина. Твоя жена не в счёт». А «Откуда ты это все знаешь?» Поставив пивную кружку, Райенталь понизил голос и сказал. «Постоянно. Евангелина то, Евангелина сё. Тебе нравится быть привязанным к одной женщине? Это лишь ограничивает твои возможности. Мне этого не понять». Сказать, что подобным разговорам между командующими, которых считали самыми одаренными и лучшими во всем имперском флоте, не доставало благородства, было бы преуменьшением. Последний такой разговор закончился дракой. Впрочем, они не помнили, что произошло. А свидетели держали язык за зубами, поэтому на следующий день они лишь задавались вопросом, почему они все в синяках. «Когда адмирал Рейнталь берется за дело, красивых женщин на всех не хватает», — сказал Мюллер без малейшей злобы и сделал глоток кофе, принесенного ему студентом-официантом. Ходили слухи, что он пережил тяжелое расставание в свою бытность с младшим лейтенантом, но он лишь молча глупо улыбался, не подтверждая и не опровергая эти слухи. Но для молодого человека, которого вскоре все будут называть не иначе, как «Железная стена Мюллер», путь к славе лежал лишь через поле боя. Часть вторая. Изначально на Высшем военном совете 19 сентября в Адмиралтействе Лоенграма должно было присутствовать 17 человек. Имперский гросс адмирал Рейнхард фон Лоенграм, его главный адъютант Коммодор Штрейт, второй адъютант лейтенант Рюки – адмиралы флота Уберштайн, Роентали, Миттермайер, а также адмиралы Вален, Мюллер, Фаренхайт, Люц, Кеслер, Беттенфельд, Меклингер, Штаймнец, Рананкамф и Айзенах. В зону ответственности Кеслера входило поддержание порядка в столице, в связи с чем его допросили по поводу его связи с побегом императора. Ему влепили выговор, урезали жалование и поместили под временный домашний арест, но вскоре он был снят, и Кеслера восстановили в должности. Весь имперский флот находился в полной боевой готовности, и если бы главнокомандующий Лоенграм отдал такой приказ, весь громадный флот в составе почти 150 тысяч боевых кораблей, больших и малых, мог прибыть к планете Один в течение 24 часов. Высокая элегантная фигура Рейнхарда заняла почетное место, его золотые волосы роскошно блестели, словно львиная грива, когда адмиралы салютовали ему. «Я собрал вас всех сегодня, чтобы услышать, что вы думаете об этих мятежниках, что называют себя Союзом свободных планет, и выслушать конкретные идеи, как наказать их, применив военную силу. И тут же, предваряя дальнейшее обсуждение, Райнхард сделал важное объявление, ставшее ключевым. Но сперва позвольте мне объяснить вам мой план, а его суть состоит в следующем оставить попытки захвата крепости из Орлон, что мы пытались сделать раньше, и атаковать через другой коридор. Говоря проще, мы вторгнемся на территорию Союза через Связанский коридор. Фезан откажется от политического и военного нейтралитета и перейдет в наш лагерь. На мгновение зал совещания хватило безмолвная суматоха, адмиралы пораженно переклинулись друг с другом, Рейнхард мягко поднял руку, призывая к порядку. Взоры адмиралов обратились на открытую дверь, и каждый отреагировал, как было свойственно его характеру. Рядом с личным охранником Рейнхарда, Гюнтером Кислингом, стоял знакомый всем в зале человек, представитель Фезана в Империи Николас Болтек. «Он согласился оказать нам содействие. Разумеется, не просто так». Формально представив ко всем присутствующим, Рейнхард развел весь скептицизм. Он заключил тайный договор с посланником. Болтак воспользуется своим положением и предоставит имперскому флоту проход через Физанский коридор, а Рейнхард снимет с должности правителя Физана Рубинского и заменит его Болтеком. И хотя Рейнхард не посвятил адмиралов во все детали плана, им не понадобилось много времени, чтобы сложить всю картину. «Вы хотите сказать, что он продает собственный народ?» — спросил Беттенфельд, едва скрывая отвращение к Болтыку. Посланник горестно вздохнул. «При всем моем уважении, единственное, что я продаю — номинальная независимость Фюззана. В этом поступке нет ничего, что противоречило бы выгоде и самой сути Фюззана. Покончив с этой бесполезной формальностью, Фюззан лишь выиграет. Называйте это, как вам будет угодно. В конечном счете вы найдете повод продать родителей или предать друзей». «Довольно, Беттенфельд». Этими словами молодой главнокомандующий заставил язвительного адмирала замолчать. «Если бы не его содействие, нам было бы непросто провести флот через Физанские врата. И я намерен отплатить за его помощь с размерным вознаграждением и любезностью. Но я собрал вас всех здесь сегодня, чтобы услышать ваше мнение, конечно же. Что скажете вы, Руэнталь?» «Простите мне мои слова, но я не уверен, что стоит полностью доверять Фюзанцу Интригану», — с вежливым безразличием заявил Руэнталь. Как только мы пройдем через Физанский коридор и вторгнемся на территорию Союза, то стоит им решить предать нас и перекрыть коридор, и мы станем легкой добычей. Не зная толком территории противника, мы подвергнем большой опасности нашей линии снабжения и коммуникации. Разве не так?» Беттенфельд возразил. «Опасения Роентали естественны, но даже если бы Физан пошел на такой трусливый шаг, разве бы у нас не хватило сил, чтобы одним ударом поставить их на место? Хотите сказать, что нам пришлось бы вновь повернуть флот на Физанский коридор?» Да, военная мощь весь за нас наша и не идет ни в какое сравнение. Уверен, что мы могли бы сломать все их планы достаточно безболезненно. А если силы Союза ударят как раз в тот момент, когда мы повернем флота тылы?» — спросил Руэнталь. Это поставит нас в невыгодное положение. Не думаю, что мы потерпим поражение, но мы не можем идти на такие жертвы. Нередко солдаты, которые произносил такие слова, считавшиеся отголоском консервативной теории, называли трусом. Но во всем имперском флоте не нашлось бы человека, который бы решился обвинить в трусости адмирала Роенталя. Беттенфельд был мрачно молчалив, и никто из адмиралов не хотел с ним спорить. Слово взял Райнхард. «В словах Роенталя есть смысл, но я уже твердо решил, что вторжение пойдет через визанский коридор. Предположение, что Изерландский коридор единственный путь для вторжения, что сокращает нам выбор стратегии, поставит в глупое положение Союз свободных планет. Ведь они проложили путь к крепости телами своих людей. Лишь человеческая прихоть запрещает использовать Физанский коридор для вторжения, а не какой-то закон, что существует с незапамятных времен. Мы не обязаны пребывать в той же иллюзии, что и Союз. Проход через Физанский коридор лучшее решение хотя бы потому, что оно даст нашему вторжению элемент неожиданности. Райнхард осмотрелся, чтобы убедиться, что его мысль дошла до всех, прежде чем продолжить. «Теперь к делу. Сначала мы пошлем флот в направлении из Ирландского коридора, как они и ожидают. Гораздо большее число кораблей, чем этой весной под командованием Кемпфа и Миллера. Естественно, это будет отвлекающий маневр». Белые щеки Рейнхарда вспыхнули. Это была не политика и не хитрость, а чистая стратегия и тактика, от которых вся натура его приходила в полный восторг. Пока внимание Союза будет обращено к Азерлону, наши главные силы пройдут через Визанский коридор и вторгнутся на их территорию. Ян Венли находится в Азерлоне, любые другие подразделения и команды еще не представляют для нас угрозы. Я думаю, все так, как вы и говорите, произнес ураганный волк с легким сомнением. Но все же остается проблема Яна Венли. Мы обязаны принять во внимание возможность того, что он совершит долгий переход из Азерлона и нанесет ответный удар по основным нашим силам. «В такой ситуации нам следует ударить его в тыл и превратить в мученика за дело демократии. После гордой речи Рейнхарда большинство адмиралов выразили свое согласие, лишь Эберштайн смотрел в пустоту своими искусными глазами. «Думаете, это будет так просто?» — спросил Рейнталь. Вольфганг Миттермайер бросил на него быстрый взгляд. Поддаваться тревоге было не свойственно для такого прямолинейного человека, как Рейнталь, но этого, похоже, никто не заметил. «Я бы хотел, чтобы все прошло по плану!» Сознательно или нет, Райнхард отреагировал на слова фон Роенталя элегантно, едва заметно улыбнувшись. Красотой этой улыбки отказывались признавать лишь те, кто питал ненависть к Райнхарду и не признавал его гений, как и я. Молодой адмирал с разноцветными глазами искренне улыбнулся. Миттермайер почувствовал облегчение, ощущение тревоги отступило от сердца. Сразу после того, как Карл Густав Кемп погиб в битве за Изерлон, Роенталь удивил Миттермайера, высказав сомнения в Райнхарде. На следующий день он отшутился, что все дело выпивки, но хотя Миттермайеру хотелось верить в это оправдание, он не мог не впустить в душу беспокойства. Равнинталь не любил держать обиды, но не любил и посвящать них других людей. По крайней мере, так он мог быть уверен, что не сказал и не сделал ничего лишнего. А Какое название получит эта грандиозная операция? – спросил Мюллер. Райнхард удовлетворенно улыбнулся, он взмахнул своими золотыми волосами и почти пропел. Я дал ей название «Операция Рагнарёк». «Рагнарёк?» – пробормотали адмиралы. Само звучание этого названия заставляло их дрожить от странного возбуждения. Если бы эти опытные и храбрые воины хоть на миг решили, что мир, каким они его знают, обречён на гибель, они не смогли бы придумать для своего завоевания лучшего названия. Оно само гарантировало успех, по крайней мере, так им казалось в этот момент. Они знали, что перед ними стоит задача не из легких, и их лица приобрели суровый вид, но честолюбие и пыл, какой охватывает солдат в сложные минуты, вновь загорелись в их сердцах. Этого у них было не отнять. Адмиралы по очереди заговорили, каждый требовал участия в этой операции, подобной которой галактика еще не видела, понимая, что его имя будет навсегда вписано в последнюю главу 250-летней истории Союза Свободных Планет. Часть третья. Адмиралы разошлись, лишь адмирал флота Оберштейн остался, чтобы подробнее обсудить детали следующего совещания. «Нам следует проявить осторожность в отношении Болтека, ваше превосходительство». Райнхард поднял свои красивые брови. «По крайней мере, Болтека будет проще контролировать, чем Черного Леса Рубинского». «Несомненно, но так мы столкнемся с еще одной проблемой, а именно, сможет ли Болтек контролировать Физзан? Он создан быть на вторых ролях». Во всем остальном он лишь хитрец, паразитирующий на талантах черного лиса. Хотите сказать, что у него не хватит умения править? Я был бы равным образом обеспокоен, если бы он был для этого создан, но если он не сможет собрать вокруг себя силы, чтобы подавить недовольных, то в конце концов станет на пути нашего флота». В ответ на пессимистическое мнение своего начальника штаба Райнхард рассмеялся. «С таким же успехом мы можем ожидать, что он обладает достаточным авторитетом и властью, чтобы решить эту задачу». Способен или не способен, ему придется носиться как угорелому, чтобы подавить всех недовольных, если он хочет сохранить свой пост и авторитет. Именно он станет объектом ненависти и сопротивления. Если я позабочусь о нем до того, как все выйдет из-под контроля, я смогу эффективно справиться с тем, кто его заменит, и при этом не опасаться, как на это отреагируют. Понятно. Получается, вы продумали все заранее. Начальник штаба даже не пытался скрыть, насколько он впечатлен. «Простите меня. Я не должен был сомневаться ни секунды. Пожалуйста, действуйте, как вы считаете нужным». На восхищение Оберштейна имперский гросс-адмирал не обратил внимания, мыслями он уже был где-то в другом месте. «Я думаю, что мы используем его именно так, когда завояем Союз Свободных Планет. Вы со мной согласны, начальник штаба?» «Согласен», — кивнул Оберштейн. «Несомненно, найдутся и те, кто захочет занять пост генерального секретаря Союза, чтобы поддержать власть новой империи и ее военную мощь» стоит ли нам озаботиться выбором кандидата?» Райнхард молча кивнул. В его воображении появилась одинокая фигура. Ян Венли, самый молодой и изобретательный командующий вооруженных сил Союза, военным награжденным в таком молодом возрасте обычно завидовали и за меньшее. Если предположить, что он смирится с тем, что его вынудят занять пост генерального секретаря Новой Империи, будет ли он сохранять верность своей демократической стране? Это был важный момент. Он должен был перестать позволять другим играть с его судьбой и заставить их заняться собственными. Рейнхард думал так с самого детства. С тех пор, как у него украли то, что никогда не должно было быть украдено, этого он перенести не смог. Он нашел для себя множество причин, чтобы порвать связи со Старым Режимом, при котором существовали Галактическая Империя и Союз Свободных Планет, и захватить всю власть во Вселенной в свои руки. Грядущая династия Лоинграмов не остановится ни перед чем ради установления Вселенского Мира, его правление по сравнению со Старым Режимом было более справедливым, а по сравнению с Союзом Свободных Планет – более эффективным. По крайней мере, он никогда бы не доверил большой флот этим распутным аристократам, которые лишь кичились своими родословными и семейными связями, и не отдал власть в руки политиков-популистов, что управляли невежественными массами с помощью софистики и потакания их желаниям. Даже перед таким человеком, как Ян Веннели, путь к власти был широко открыт. И все же, как бы ни сочетались его многочисленные таланты – Рейнхард знал, что никто не сможет заменить его ржеволосого друга, погибшего год назад. У Хильдегарды фон Мариендорф были давние опасения по поводу стремления Рейнхарда к абсолютной гегемонии. Когда они остались одни, она прямо спросила у него. «Неужели мирное сосуществование с Союзом Свободных Планет невозможно?» Вопрос был риторическим, ценность его была лишь в том, что он был задан. «Нет, они упустили свой шанс», — сказал Рейнхард даже слишком равнодушно, так что Хильда задумалась, что же у него все-таки на уме. Настоящие макиавеллисты не обратили бы внимания на возраст императора. Если бы они задержали и выслали нам императора и его похитителей, они лишили бы меня возможности применить радикальные политические и военные меры. Но они сами подписали себе смертный приговор. Райнхард считал, что второсортные макиавеллисты, которые обладают монополией на власть, но не умеют ее использовать, это признак деградации страны. По его мнению, он оказался в том моменте истории, когда судьба династии Голденбаумов и Союза Свободных Планет неизбежно катились к концу. И тем не менее, мысль, что он простое орудие истории, была Рейнхарду невыносима. Он твердо намеревался прервать династию Голденбаумов и снять пятивековое зловещее проклятие Рудольфа с плеч человечества. И все же... Фрейлейн. Да, герцог Лоинграм. Мои методы кажутся вам бесчестными? Хильда на секунду растерялась, Взгляд ледяных голубых глаз был даже слишком серьезным. Ваше превосходительство останется довольным, если я скажу нет, ответила она, поскольку не знала, какого ответа он ждал. На лице молодого герцога появилась кривая улыбка. Я благодарен вам, Фройляйн, искренне. Если бы я сам поехал в поместье в горах, я уверен, сестра бы отказалась меня принять. Она ни за что бы не согласилась принять мою охрану, если бы вы ее не убедили. Хильда чувствовала разницу между поведением Райнхарда правителя и мальчишеской откровенностью сожалеющего брата. Она понимала, что нет смысла гадать, какой из Райнхардов настоящий, но не могла не подумать о том, какую из масок он в конце концов наденет. «Хотя моя сестра ненавидит меня, я уже не исправлю всего, что сделал. Если я откажусь от власти, когда она находится от меня на расстоянии вытянутой руки, кто еще восстановит единство и гармонию во Вселенной? Мне доверить будущее человечества Союза Свободных Планет? или старорежимным демагогом. Подумав, что он достаточно ясно выразил свою точку зрения, Райнхард внезапно почувствовал беспокойство. Его ледяные глаза сверкнули жестко и яростно, и он стал вновь похож на диктатора, повелителя 25 миллиардов человек. «Завтра мы объявим о низложении императора», — уверенно произнес Райнхард. «Семилетний император Эрвин Йозеф II лишится власти, а его место на троне займет восьмимесячная императрица Катарина, дочь графа Пегница. Она станет самым молодым правителем в династии Голденбаумов и последним. Ему казалось, что в момент, когда он положит младенца на трон, он сможет физически ощутить гнев и ненависть немногочисленных приверженцев старого режима, которыми они отреагируют на этот ужасающий спектакль. «Этот белобрысый щенок оскверняет нашу власть и традиции!» В ответ неизбежно посыпались бы такие проклятия, но их власть и традиции были лишь двумя столпами песочного замка, построенного Рудольфом фон Голденбаумом пять веков назад и когда два эти столпа начали осыпаться, всему зданию было суждено рухнуть. Рейнхард почувствовал странную жалость к старому режиму, его иллюзиям и всему остальному. Часть четвертая. Меньше двух лет назад Генрих Ланг занимал важный бюрократический пост. В обязанности начальника Бюро поддержания общественного порядка империи входило задержание противников действующей власти и инакомыслящих, Наблюдение за борцами за свободу слова и подавление ее, а также даже контроль и вмешательство в образование и культуру. Именно он в правительстве империи отражал суть авторитарной власти и мог использовать все свое влияние и возможности, как ему заблагорассудится. Однажды он непременно бы стал министром внутренних дел. Согласно новому приказу герцога Лоенграма, Ланг не был приговорен к казни как член старого режима. У этого решения было две причины. Во-первых, будучи шефом тайной полиции, он преуспел в слежке и сборе данных и накопил предостаточно компромата на аристократов. Во-вторых, зная себе цену, он был предан лишь себе и после того, как режим аристократов, который Миттермайер язвительно окрестил пастухами, пал, выразил намерение последовать за новым правителем. Ланг не видел причин горевать из-за того, что Райнхард упразднил бюро, и достаточно верил в себя, чтобы терпеливо дождаться дня, когда его звезда снова взойдет» ему воздалось за терпение даже раньше, чем он ожидал. Из канцелярии адмирала флота Берштейна поступил приказ военной полиции, вечно недовольный своей работой, что, впрочем, типично для военной полиции, выпустить Ланга из-под домашнего ареста. К счастью для Ланга, детальное расследование фона Берштайна не выявило никаких доказательств, что он злоупотреблял властью ради личной выгоды, а от других высокопоставленных деятелей старого режима его отличало кристально чистое поведение. К нему относились как к любимцу знати, Хотя он недолюбливал их компанию. он усердно и сорвением выполнял свои обязанности и не без причины стал известен как Ищейка. Увидев его, даже Аберштайну захотелось рассмеяться. Однако виду он, разумеется, не подал, внешность Ланга никак не вязалась с его талантами и достижениями, хотя ему еще не перевалило за 40%, 80% его каштановых волос исчезли. То немногое, что еще оставалось, цеплялось за его уши как будто за жизнь. Его пепельные глаза были большими и красивыми, губы мясистыми и красными, а рот крохотным. Его голова была великовата для его невысокого тела. Само тело больше походило на шар, а покрывающая его кожа была гладкой и розовой. Короче говоря, Гейдрих Ланг внешне напоминал пышущего здоровьем ребенка, напившегося материнского молока, поэтому угадать в нем бывшего шефа тайной полиции было бы непросто даже для человека отличающегося бурной фантазией. Даже согласно бытующему стереотипу, шеф тайной полиции должен был дать более суровой внешностью, а в его волосах должна пробиваться седина. Однако его уникальность лучше всего выражал его голос. Обычный человек посчитал бы, что мужчина такой комплекции будет обладать высоким детским голосом. Вместо этого изо рта Ланга полился торжественный бас, как у какого-нибудь древнего религиозного лидера, читающего проповедь для верующих. Те, кто готовился сдерживать смех, были потрясены, Ланг осознавал это несоответствие и играл на нем. Он не раз заставал противников расплох, а его бас неоднократно служил ему орудием допроса. И однако человек перед ним, чьи искусственные глаза сверлили в нем дырку с помощью механического светового компьютера, должен был решить, достоин ли Ланг внимания, а затем доложить об этом имперскому канцлеру Герцогу «Ваше превосходительство, начальник штаба, как бы вы это ни маскировали, у правительства есть только один путь существования». Алан говорил категорично, и Оберштайн начал вдумчиво оценивать его речь уже с первого слова. «Хм, и какой же?» «Контроль масс горской людей!» Голос Ланга звучал так, словно это отшельник взывал к богу, и можно было подумать, будто ему аккомпанирует церковный орган. С другой стороны, обладая полной властью над жизнью и смертью Ланга, Оберштайн сам был подобен богу в том смысле, что, как бы искренне с ним ни говорили, этого никогда не было достаточно. Мы придерживаемся идеи, что при демократии правительство избирается свободным волеизлиянием большинства, но я готов выслушать ваши мысли. Предположим, что народ состоит из 100 человек. 51 человек – это уже большинство. Однако и это большинство делится на фракции, и для того, чтобы править всей сотней, достаточно уже лишь 26 человек. Другими словами, четверть может управлять целым. Идея не новая, редукционистская, признаю. Но она верно передает всю бесполезность демократического принципа большинства, я уверен, ваше превосходительство, что вы с вашим великолепным умом сами это понимаете». Аберштейн проигнорировал это очевидное подхалимство. Как и его господин, Райнхард фон Лоенграмм, Оберштейн не мог не заметить, что те, кто заискивал перед ним, его же и презирали. Игнорируя тот факт, что его игнорируют, Ланг продолжил. «Поскольку сама суть правительства — контроль большинства меньшинством, я уверен, вы согласитесь, что такие люди, как я, незаменимы для поддержания порядка. Вы имеете в виду тайную полицию?» Кто-то должен поддерживать общественный порядок. Это была неплохая подводка, но Оберштейн вновь оставил без внимания едва прикрытый намек этого человека. Тайная полиция может быть удобна тем, кто находится у власти, но само ее существование становится объектом ненависти. Хотя бюро поддержания общественного порядка империи лишь недавно было распущено, многие захотят, чтобы вы понесли наказание за то, что вновь возродите его. А люди вроде реформиста Карла Бреке. У господина Бреки свои идеалы, но и лишь посвятил себя служению династии и ни разу не воспользовался властью ради собственной выгоды. Если вы станете карать за верность, герцог Алоэнграмма не ждет ничего хорошего. Из-под полы этого благонамеренного совета показалась дуло угрозы. Если его обвинят не только в прошлых прегрешениях, но и заработав бюро, если у него еще что-то на уме. На самом деле герцог Луенграма мало заботит ваше существование. Герцог Лоенграм прежде всего солдат. Его стремление покорить вселенную в честном бою вполне понятно. Но иногда самый незначительный и ложный слух может быть более ценным, чем 10 тысяч кораблей. И тогда оборона становится лучшей формой атаки. Поэтому я надеюсь лишь на мудрость и великодушие герцога Луинграма и вас. Ладно мне, но как вы собираетесь платить за великодушие герцога Луинграму? Это самое главное. Герцог Луинграм получит мою безоговорочную преданность, а свои скромные таланты я буду использовать на благо его военного режима. Все это прекрасно, но теперь, когда бюро распущено, бессмысленно его восстанавливать. Это означало бы отступление от политики реформ. Нам стоит придумать какое-нибудь другое название. Детское лицо Ланга осветилось. «Я уже подумал об этом!» – пробасил он своим завораживающим голосом оперного певца. «Бюро внутренней безопасности. Что скажете? Хорошо звучит, не правда ли?» Хотя название не особенно вдохновило его, искусственные глаза начальника штаба сверкнули, и он кивнул. «Вальем старое вино в новые мехи. Я бы сказал, что вино тоже не прочь быть нового урожая. Что ж, займитесь этим». Таким образом, Гейдрих Ланг сменил должность начальника Бюро поддержания общественной безопасности на должность главы Бюро внутренней безопасности. В ходе подготовки к операции Рагнарёка высшее командование Имперского флота тайно начало действовать. Ориентали все еще терзали сомнения, можно ли доверять Физзану как союзнику... Сама эта мысль заставляла его испытывать еще большую настороженность. «Смотря его превосходительство, адмирал Роенталь омучает сомнения», — сказал Миттермайер с улыбкой. В партнеры себе они брали не какую-то наивную девушку, а старого физанского лиса. Миттермайер желал держать быструю победу, чтобы не давать физану шансы помыть их в ловушку, где, как уже говорил Роенталь, они станут легкой добычей в том маловероятном случае, если им не удастся держать победу. При таком раскладе нам придется добывать продовольствие на ближайших планетах, если мы захотим накормить войска. И даже если мы в этом преуспеем, нас заклемят как мародеров. Внутри него шла борьба с собственными чувствами. Все это лишь пустые слова. Я не против, если меня назовут захватчиком, но не желаю, чтобы меня презрительно называли мародером. Во-первых, это еще зависит от того, будет ли вообще толк их грабить. Было бы унизительно потерпеть поражение от нашей же прошлогодней тактики выжженной земли. Вспомни, что стало тогда со флотом Союза. «Неважно, в какой обертке агрессор будет это подавать, когда дело действительно дойдет до экспроприации, народ никогда не поддержит завоевателей. Как только агрессор решится на временные непопулярные меры, враждебность народа возрастет, и тогда будет крайне проблематично окончательно сделать союз частью империи. Однако, что бы мы ни говорили, окончательное решение остается за Лоенграмом». Нейхард Мюллер тактично предложил воздержаться от дискуссий по этому вопросу, чтобы прояснить мысли. Меттермайер и Ройенталь кивнули, прекратив спор, которому не было видно конца, и перешли к более насущным проблемам. Слова Мюллера, однако, заставили в втайне задуматься «получается, все решает Лоенграмм?». Во внутренней политике молодой златовласый имперский канцлер всегда выступал за справедливость. По крайней мере, его режим был более справедливым, чем старый. И, возможно, он сумеет дать ее каждому гражданину на вражеской территории. Рейнталь был честолюбивым человеком, он обладал амбициями героя эпохи перемен, который всегда просчитывает следующий шаг еще до того, как сделал первый. За последний год желание свергнуть правителя и занять его место начало терзать его душу, как пробудившийся от сна Левиафан. Это была не прихоть и не врожденная тяга к власти. Если бы в итоге способности и удача Рейнхарда превзошли его, Рейнталя, то он бы милостливо уступил право на власть, получив доказательство, что лишь Рейнхард способен стать их верховным правителем. Но если Райнхард потеряет хватку... Часть пятая. Хотя известие о предстоящем крупномасштабном вторжении имперского флота Физан получил по множеству своих каналов, реакция большинства людей была примерно такой. Ну вот опять. Даже хитроумные физанские торговцы, которые за более чем сто лет уже привыкли к трехполярному мировому порядку и противостоянию, были уверены, что ничего не изменится. Они привыкли не обращать внимания на бессмысленно льющуюся кровь, вопреки всему надеясь, что война будет лишь способствовать накоплению ими богатств в сферах, которые еще не были им до конца подконтрольны ⁇ инвестициях, финансах, промышленности и перевозках. Для них равнозначно маловероятной казалась вероятность, что огромный флот галактической империи принесет в физанский коридор мира процветания, или что свободные торговцы будут повязаны по рукам и ногам различными ограничениями. Конечно, такие планы в прошлом разрабатывались не раз, но все было тщетно. Правительство Физзана делало для них все необходимое, собственно, поэтому они и платили налоги. Они работали на себя и зарабатывали для себя, и большинство физзанцев разделяли такую идеологию. Но никто не мог утверждать, что нынешний правитель также был уверен этой идее, как и они. Современно основатели Леопольда Лапа, сменявшие друг друга правители Физзана, разрывались между преданностью физзанскому народу и земле. Однако при Адриане Рубинском наметилось завершение подобной политики, сердце Рубинского не принадлежало чему-то одному, и его это вполне устраивало. С точки зрения вооружения крепости заролон неприступна. Кроме того, там находится лучший командующий вооруженных сил Союза. Такое самодовольство вполне в духе бездарных политиков. Рубинский объяснял своему советнику Руперту Кислерингу, что Союз сделал еще один шаг к краю пропасти. Ощущение безопасности лишило руководителей Союза способности мыслить здраво и привело их к наихудшему решению, которое только можно было принять. Говорящий пример того, как прошлые успехи ведут к нынешним неудачам и лишают будущего, как по мне. Руперт Кессельринг с усмешкой подумал, окажется ли это наставление полезным хоть для кого-нибудь. Правитель в данную секунду выставлял себя на посмешище, поскольку считал, что он — единственное исключение из правила. А тем временем его сын старательно копал отцу могилу, и похоже, что не только он решился взять в руки лопату. «Меня волнуют действия посланника Болтыка». В словах Руперта Кислеринга чувствовался яд. Скрывать свои намерения дальше было бессмысленно. Мысль о том, что этот шут Болтек присоединился к рытью могилы Рубинскому, пробудила в Руперте желание спихнуть в нее их обоих. Болтек слишком рано пошел с козырей. И это позволило герцогу Лоинграмму обернуть ситуацию в свою пользу. Думаю, что он постарался извлечь выгоду из ситуации. Удивительно некомпетентный человек. Правитель ничуть не смутил намек на то, что именно он виновен в том, что назначил этого бездарного человека. Герцог Луэнграм оказался на шаг впереди. Балтик, трудолюбив, и до этого момента неудачи обходили его стороной, но тут он просчитался. «И что вы предлагаете с ним сделать?» Спросил молодой человек, всеми силами пытаясь произвести впечатление Мефистофеля, но не добился ответа. Мысли трех людей, Рубинского, Руперта Кисельринга и Балтика, сплелись в клубок. Определить, кто из них наиболее подлый предатель, было решительно невозможно. Очевидно было одно — любой из них продаст двух других мгновений ока. Но это не означало, что они горели желанием продавать Фюззан. Богатство Фюззана и его способность справляться с любыми неприятностями, не говоря уже о его стратегической позиции, гарантировали их настоящее будущее. Владея Фюззаном, они могли бы играть на противоречиях имперского канцлера Рейнхарда фон Лоенграма и великого епископа культа Земли, Неудивительно, что они не желали его продавать. Рубинский сменил тему разговора. «Кстати говоря, насколько я понял, Мичман Юлиан Минс получил назначение в представительство союзных Фюзани. Я слышал, что он любимый мальчик на побегушках Яна Венли. Интересно, насколько это является правдой». Руперт становилось все тяжелее скрывать свое презрение к отцу. «Так или иначе, он еще 16-летний щенок. Вряд ли он способен что-то сделать». Когда герцогу Луингграма было 16, он уже получил звание капитана третьего ранга. В этом плане Юлиан Минс лишь немного от него отстает. Разве он не продвигается по службе лишь из-за влияния своего приемного отца? Вполне вероятно. Но о нем все больше положительных отзывов. Лично мне не хотелось бы оказаться тем, кто принял тигранка за кота. С этим Руперт согласился и, вспоминая себя 16-летнего, задумался, не решился ли он еще тогда свергнуть своего отца и захватить его статус и власть. Разве он не возьмет силы то, что отец никогда бы не отдал ему сам? Как сказал какой-то древний мудрец, талант подобен камню, брошенному в воду. Чем он больше, тем сильнее рябь идет по воде. То же касается амбиций и желаний. Если это так, то Рубинский, естественно, был на стороже, но подозревал ли он и его Руперта? Руперт Кистельринг перевел свой холодный взгляд на профиль отца, но тут же отвел глаза. Адриан Рубинский, его отец, все еще имел над ним власть, Жажда власти, страх подозрения. Он смотрел на Рубинского, и эти чувства разгорались в нем все сильней. Глава 7. Военный атташе Юлиан Минц. Часть первая. Бесчисленные лепестки танцевали в море слабого света. Перед пробуждением Юлиана Минца охватили дорогие его сердцу воспоминания. «Когда я встаю...» Мне нужно принять душ, почистить зубы и приготовить завтрак. черный чай из листьев шелонга и аруши с молоком. Три кусочка ржаного тоста, нарезанные пополам намазать маслом, смешанным с петрушкой и лимонным соком. Затем можно взять поджаренную на сливочном масле колбасу и яблоки, свежий салат и какое-нибудь простое блюдо из яиц. Вчера были жареные яйца, так что сегодня я приготовлю омлет». Пузырьки света продолжали плыть и лопаться, распыляя на Юлиана дыхание реальности. Когда его веки поднялись, то взгляда предстала каюта, освещенная слабым светом. Посмотрев на прикроватные часы, юноша увидел, что еще только 6.30. Похоже, привычка въелась с него на клеточном уровне. Он мог бы поспать еще час, но... 7 часов, адмирал! Уже 7 часов! Пожалуйста, вставайте! Завтрак готов!» «Еще пять минут! Нет, хватит и четырех с половиной!» «Ну хотя бы четыре минуты с четвертью, а?» «Адмирал, вы такой упрямый!» «Подумайте, какой плохой пример вы подаете подчиненным, опаздывая по утрам!» «Мои солдаты прекрасно обходятся и без меня!» «Враг приближается!» «Если вас застигнут расплох и убьют прямо в постели, историки будущих эпох будут издеваться над вами целую вечность!» «Враг тоже еще спит!» «А будущие историки еще не родились!» «Спокойной ночи!» «По крайней мере, в моих снах все еще царит мир!» «Адмирал!» Четыре года назад адмирал был капитаном. Но, как бы то ни было, разве этот разговор не повторялся тысячу раз? И за все это время Ян так и не добился прогресса в деле утреннего пробуждения. Юлиан сел на своей кровати и потянулся. Странно было ощущать одиночество и не беспокоиться о приготовлении завтрака. Юноша бодро вскочил с постели, стараясь приноровиться к своей новой солдатской жизни. Сделав зарядку и приняв душ, он переоделся в форму и тщательно выровнял угол своего черного берета. К семи часам он был уже готов. И у него еще осталось лишнее время. Ян говорил, что привычка рано вставать часто беспокоила отставных солдат, но это было, пожалуй, лишь частично верно. Так или иначе, до прибытия на Фюзан оставалось еще четыре часа, а о последнем перед посадкой премия пищи на корабле еще не объявляли. на Хайна Сине Юлиан пробыл всего три дня. За это время ему пришлось посетить множество мест в правительстве и военном руководстве, при этом он чувствовал, что его ведут к самым вершинам государственной системы. Но других, в отличие от Яна, обычно раздражало более взрослое поведение, чем можно было ждать в его возрасте, так что его чаще ждал плохой прием, нежели хороший. Среди подразделений Комитета обороны были Центр стратегического планирования, Штаб тыловых служб, Отдел науки и технологий, также еще 11 департаментов обороны, связи, разведки, бухгалтерского учета, информации, человеческих ресурсов, снабжения, здравоохранения, связи, стратегии инженерного дела. В тех случаях, когда глава департамента являлся штабным офицером, прочие офицеры, даже адмиралы и вице-адмиралы, считались ниже по положению, чем он или она. Покойный адмирал Дуайт Гринхилл, отец Фредерики, являлся главой департамента разведки перед началом переворота, Юлиан же должен был встретиться с главой департамента человеческих ресурсов, вице-адмиралом Ливермором, чтобы получить официальный документ о его назначении военным атташе на его звание не поднимется выше Мичмана, и как только он станет военным атташе, то попадет в прямое подчинение к Ливермору. Придя с документами, Юлиану пришлось прождать два часа, так как предыдущие переговоры затянулись. Он задумался, не нарочно ли это было сделано, но у него хватало других поводов для беспокойства, вроде результатов следственной комиссии, чтобы тратить время на неподтвержденные подозрения. Негибкость государственной машины лишила людей спокойствия и подрывала их наивную преданность государству. Когда Юлиан размышлял над этим, адъютант назвал его имя, и юношу провели в кабинет вице-адмирала. В кабинете он не провел и 50-й доли того времени, которое потратил на ожидание. Его встретили безо всяких церемоний и просто передали документы и знаки отличия, после чего он поклонился слегка горбатому вице-адмиралу и вышел. А вот посещение главнокомандующего вооруженными силами Союза, адмирала Бьюкока, было подобно глотку чистого воздуха после выхода из канализации. Помимо чувства облегчения после передачи рукописного письма Яна Адресату, Юлиан еще и любил старого адмирала, так же, как и Яна и Фредерико, и сама возможность встретиться с ним подняла ему настроение. Хотя Бьюкок тоже был чем-то занят, и ему пришлось прождать его час, но этот раз Юлиан это ничуть не побеспокоило. «Ох, как же ты вырос!» — сказал старый адмирал, тепло приветствуя его. «Впрочем, полагаю, это вполне естественно, ведь я не видел тебя полтора года, «А ты сейчас в том возрасте, когда нужно вырастать на сантиметр за каждую ночь!» «Главнокомандующий, я рад видеть вас в добром здравии!» «Что?» «Да каждый день приближает меня к вратам ада!» «Не могу дождаться, чтобы увидеть, как император Рудольф целую вечность варится в котле!» «Кстати, это напомнило мне...» «Вице-адмирал Ливермор что-нибудь сказал?» «Нет, ничего. Не было никаких неофициальных разговоров и объяснений. Мне просто передали приказ о на назначении». улыбнулся. Все было так, как он и ожидал. Как один из сторонников Трунихта, вице-адмирал Ливермор думал только об усилении своих позиций. Он не видел причин оказывать любезность 16-летнему мальчику, с другой стороны, он считал ребячеством опускаться до грубости и гордиться тем, что не говорит ничего, что не было бы необходимо в контексте официальных дел. Юлиан покачал головой: Как внимание ко мне позволит ему произвести хорошее впечатление на Трунихта? Спросил Юлиан с шутливым блеском в темнокарих глазах. Я ведь на стороне Яна Венли, а не Джоба Трунихта. Может и так, но председатель Верховного Совета лично просил о твоем назначении, а председатель Айленс – третья рука Трунихта, и это свидетельствует о его интересе к тебе. Я никогда не просил об этом. Я подозревал, что ты чувствуешь именно это, но, пожалуйста, не стоит заявлять об этом во всеуслышание. Последнее, чего бы я хотел, это чтобы ты набрался дурных привычек от меня или адмирала Яна». Старый адмирал улыбнулся ему, словно любимому внуку, и принялся объяснять ему намерении военного командования, во многом состоящего из людей Трунихта. Впрочем, это относилось не только к Трунихту или Союзу Свободных Планет. Гражданские власти всегда держали в уме, что корабли на территории далекой от столицы могут превратиться в личный флот командира или военную клику, выйдя из-под контроля центрального правительства. Такая возможность была их постоянным кошмаром, и в качестве превентивной меры они решили воспользоваться собственными полномочиями, чтобы разделить ключевых членов этого флота. При этом он следовало быть осторожными, чтобы не нарушить балансы между сохранением военной мощи и распределением человеческих ресурсов. «Значит, мое назначение — часть этого плана?» «Боюсь, что так». Бью, как погладил подбородок. «А когда штаб отозвал адмирала Меркаца Сазерлона, это тоже было частью того же плана?» Впечатленный тактическим чутьем Юлиана, старый адмирал уважительно кивнул. «Да, было. А теперь правительство, скорее всего, заберет Копфа и Кассельна». Но что тогда случится? Ослабляя адмирала Яна, разве не помогают они тем самым флоту Империи? Глупость власть придержащих, пытавшихся справиться с ситуацией при помощи подобной политики и с таким вопиющим пренебрежением к логике, не могла не огорчить Юлиана. Похоже, кресла в правительстве сами по себе вызывали болезнь, и пока люди были довольны, сидя в них, их ограниченное поле зрения и личные интересы делали эту болезнь неизбежной. Бьюкок распечатал письмо Яна и несколько раз кивнул, читая его, в письме рассматривалась возможность прохождения имперского флота через фюзанский коридор с чисто тактической точки зрения, но долгие времена стабильности ослабили чувство опасности, а меры противодействия забылись. С самого начала и Союз и Империя составляли планы, основываясь на предположении, что они обладают сопоставимой военной и производственной мощностями, так что эти планы сразу же откладывались как неэффективные. Бью как резюмировал содержание письма Яна. Адмирал Ян предлагает следующее. Если имперский флот должен пройти через Физанский коридор для вторжения на нашу территорию, то нам придется положиться на гражданское сопротивление жителей Фезана. В частности, это означало, что сначала нужно сделать бесполезными социальную и экономическую систему Физана путем систематического саботажа и организации всеобщих забастовок гражданского населения. Таким образом, можно было предотвратить планы империи по созданию Сфизана базы для вторжения в Союз. Кроме того, можно было блокировать физанский коридор множеством гражданских и торговых судов, сделав невозможным продвижение имперского флота. Как вы думаете, это сработает? Не факт. Да и Адмирал Ян не утверждает, что этот план надежен. А в таком случае использование жителей Физана в качестве счета от имперского флота было бы преступлением. Причем намного большим, нежели простые убийства друг друга в открытом космосе. Елеан был поражен этой перспективой. Жители физана действуют согласно собственным убеждениям. И силы этих убеждений никогда не позволят им присоединиться к вооруженным силам одной из сторон. Но если дождаться времени, когда империя оккупирует Физзан, эффективное и систематическое сопротивление станет практически невозможным. Уже сейчас, писал Ян, было бы необходимо начать распускать ложные слухи на Физзане примерно такого рода: Физзанское правительство, сговорившись с имперским герцогом Луенграммом, намеревается продать территории Доминиона, его жителей и автономию по самой выгодной цене. В доказательство этого, имперский флот будет размещен на Физзани, а физзанский коридор будет использован как путь вторжения на территорию Союза. А чтобы предотвратить это, нужно свергнуть нынешнее правительство и создать новый режим, который придерживался бы политики нейтралитета в государственных делах. Если эти слухи повлияют на общественное мнение жителей Физзана, его оккупация будет не так легко осуществима. Физзанцы будут бороться за свою независимость. И даже если имперский флот успешно завершит оккупацию, у Союза останется возможность поддерживать противников Империи и создать партизанское движение. Но, разумеется, подобный макювелизм не может избежать упреков со стороны нравственности. Бьюкок покачал головой. «Адмирал Ян прекрасно видит будущее, но, к сожалению, мы ничего не можем поделать. Конечно же, это не его вина. У него просто нет полномочий, чтобы предпринять решительные действия». «Так это вина системы?» Старый адмирал поднял свои сидеющие брови, Подумав, что вопрос Юлиана был более дерзок, чем осознавал сам мальчик: Система! Переспросил он с некоторым раскаянием в голосе. Я мог бы легко обвинить во всем систему. Я так долго гордился тем, что являюсь солдатом Демократической Республики, пожалуй, с тех пор, как бы примерно в том возрасте, что и ты сейчас. Бьякок более полувека продолжал двигаться вперед, даже когда демократия поддалась слабости и разложению, а ее идеалы были съедены раковыми клетками, прикрытыми покровом правды. «Я считаю верным для демократической страны ограничивать свою военную мощь и власть военных. Солдаты не должны иметь возможность пользоваться своими полномочиями где-либо за пределами поля боя. Кроме того, ни одно демократическое правительство не может быть здоровым, если его вооруженные силы страдают ожирением, игнорируя критику со стороны собственного общества и становясь фактически государством в государстве». Слова главнокомандующего звучали раздумить человека, перепроверяющего свою систему ценностей. «Это не демократическая система, неправильно», Проблема в том, что система стала отделяться от самого духа, который ее поддерживает. До сих пор внешний фасад нашего общества как-то сдерживает вырождение ее намерений, но долго ли это продлится? Юлиан мог лишь молча слушать серьезную речь Бьюкока. Он был неопытен и беспомощен, поэтому временами ему было трудно держать себя в руках. Покинув Бьюкока, Юлиан направился к зданию, занимаемому законным правительством Галактической Империи, чтобы поприветствовать Адмирала Меркацца, утвержденного министром обороны правительства в изгнании. Здание оказалось ничем иным, как перестроенным отелем, в данный момент наводненным беглыми аристократами. Меркация нигде не было видно, но по счастливой случайности Ильяну повезло наткнуться на лейтенанта Шнайдера прямо у двери. «Это место кишит гиенами а в смокингах. Они борются за звание и положение даже в правительстве без граждан и в флоте без солдат. Я удивлюсь, если они ограничатся шестью или семью членами кабинета министров. Поторопись и присоединяйся уже к имперскому флоту, Юлиан. Ты сможешь стать помощником капитана третьего ранга. Юлиан не мог сказать, был ли язык Шнайдера столь остер изначально, или его испортил год, прожитый на Изерлоне. Адмиралу Меркацу, должно быть, приходится трудиться изо всех сил. На это Шнайдер со скандальными нотками в голосе поведал, что законное правительство намеревается присвоить Меркацу звание гроз адмирала. Правда, в настоящее время у него не было ни единого солдата, которым он мог бы командовать, поэтому он должен был начать с того, чтобы получить провизию из столицы Союза, старые списанные корабли от правительства, а также набрать солдат из числа беженцев, создав флот фактически с нуля. Неужели они и вправду верят, что могут собрать достаточно сил, чтобы бороться с таким политическим и военным гением, как герцог Рейнхард фон Лоинграм? Если это так, то они либо слишком амбициозны, либо просто не в своем уме. И лично я бы поставил на второе. Как бы то ни было, окунуться во все это далеко не весело. Если Меркат станет гросс-адмиралом, Шнайдер поднимется до капитана второго ранга, но это не слишком его радовало. «Если есть что-то утешающее, так это мысль о том, что хоть Лоин гений, но история знавала немало примеров, когда гении проигрывали обычным людям. И все же я не представляю, как мы можем победить, если только не случится чудо». Юлиан и сам не смог удержаться от погружения в этот водопад пессимизма. Юноша понимал, что Шнайдеру не с кем поговорить об этом, ведь подобные высказывания не приведут ни к чему хорошему. Но несмотря на то, что его воспитывали как сосуд для излияния жалоб, он, по крайней мере, был уверен, что верность Шнайдера Меркатсу была подлинной. И он испытывал огромное сочувствие к Меркацу, который не мог получить достойного его таланта положения. Однако мысль о том, чтобы я оказался в такой же ситуации, как Меркац, заставила сердце Юлиана заледенеть. Но, разумеется, он остался бы рядом с ним. В конце концов, Юлиан попросил Шнайдера передать его наилучшие пожелания Меркацу и покинул Хайнессон, так и не получив возможности с ним повидаться. Часть вторая. Когда корабль приблизился к месту назначения, Физан приняла форму нежно-голубого шара, настоящая отрада для воспаленных глаз. Позади них в пространстве танцевали бесчисленные огоньки. Планета же впереди напоминала музыкальную пьесу, визуализированную при помощи различных тонов переплетающихся света и тьмы. Елиан Минс разглядывал планету на экране наблюдения, когда при воспоминании лейтенанте Фредерике Гринхилл перед его взглядом внезапно словно на его предстали ее светло -корие глаза. Она была на 8 лет старше него, как раз на полпути между ним и Яном Венли, если бы не было так очевидно, что объектом ее привязанности является адмирал Ян, собственные чувства Яна к ней могли бы стать сильнее и хотя бы немного яснее. Сейчас он вспоминал их последний разговор перед его отъездом, начался он с ее истории о первой встречи с Яном на планете Эльфастиль. Адмирал Ян был тогда младшим лейтенантом и никак не мог привыкнуть к своему черному берету. У граждан Эльфа Силе не было никаких причин уважать этого заурядного молодого офицера или доверять ему, но все же их неприкрытая ненависть вызвала во Фредерике праведное негодование. Она чувствовала себя обязанной сделать все возможное, чтобы помочь ему. «Я много думала об этом. Он был ненадежным человеком, который спал на диване, не снимая формы, не умывался по утрам, жевал хлеб, даже не намазав на него масло, и все время что-то бубнил себе под нос. Я знала, что если я не полюблю его, то никто не полюбит». Фредерика рассмеялась, звон ее смеха никогда не был монотонным, многое произошло за прошедшие 10 лет, и каждое из этих событий отбрасывало свою тень. Я влюбилась в него не потому, что он был героем или знаменитым командиром, возможно, я просто умею делать инвестиции в будущее. Это точно, ответил Юлиан, хотя я не знал тот ли это ответ, который хотел услышать Фредерика. Может, мнение о Фредерике о я не изменилось? Нет, Ян Венли не изменился. Окружение поменялось, но сам он остался прежним. Будучи младшим лейтенантом, Ян чувствовал себя столь же неподходящим для работы, как и став адмиралом. Когда и если он станет гранд-адмиралом, он наверняка будет чувствовать себя все таким же некомпетентным. У Яна сложилось впечатление, что вне зависимости от звания, он никогда не привыкнет к обязанностям своего положения. В конце концов, он никогда не хотел быть военным, и в душе даже сейчас мечтал стать историком. Но представляя его учителем, Фредерика подумала, что он будет также выделяться своей необычайностью на кафедре, как и на поле боя. Елиан прекрасно понимал ее мысли и был согласен с ними, а вот понять ход мысли Яна было сложнее. Но юноше очень хотелось знать, что именно в этом умственном лабиринте заставило его не обращать внимания на явные проявления чувств со стороны Фредерики. Видеофон запиликал, и юноши сообщили, что они скоро прибудут на Физзан. По стандартному времени Физзана был полдень, и впервые в своей жизни Ильян Минс собирался ступить на поверхность этой далекой планеты. Начиналась его новая жизнь. Часть третья. Хотя Ильян и слышал, что капитан первого ранга Виола, старший офицер в представительстве союза на Физзане, высокогрузен, увидев его своими глазами, он решил, что это определение было неверным. Он был огромным и скорее пухлым, нежели грузным, под его бледной кожей не видно было ни мышц, ни жира, словно он был надут газом. Елиан даже упрекнул себя за дерзкую мысль, подумав о нем как о шагающем дирижабле, но на следующий день узнал, что прозвищем капитана как раз и было наземный дирижабль. Вам предстоит многому научиться, Мичман Менс. Я понимаю, что вы добились некоторых успехов на поле боя, но здесь это ничего не значит. Я сразу предупреждаю, никаких поблажек тебе не будет! Смысл этого заявления был ясен любые преимущества, полученные им от Яна Венли, больше не действуют. — Так точно. Я приму этого внимания. Я полностью осознаю свою неопытность и надеюсь на вашу помощь. Елян чувствовал, что капитан Виола станет крепким орешком, который доставит ему немало трудностей. В крепости из Орлон у него тоже случались трудные разговоры, но пустой дипломатический этикет был для юноши практически чужд. Возможно, в теплице было слишком много полевых цветов, а за ее пределами поджидала суровая реальность, но и сам по себе был отдельным миром. «Ммм, а язык у тебя неплохо подвешен для твоего возраста». Хотя эти слова лишь показывали узость мысли капитана, Ильяну стало больно от их очевидной неискренности. Высоковатый голос и узкие монголоидные глаза Виолы подчеркивали скрытую в его высказываниях злобу, казалось бессмысленным тратить энергию, пытаясь завоевать его расположение. Одно можно было сказать наверняка, Физан был вражеской территорией, в представительстве Союза и за его пределами воздух был наполнен не имеющей запаха враждебностью, которая могла вспыхнуть в любой момент. Поэтому Юлиану пришлось смириться с тем фактом, что единственным человеком, которым он может доверять, являлся прапорщик А Любая враждебность, направленная на Юлиана, была отражением чувств сторонников Трунихта к Яну Венли. Если к этому и примешивалось что-то личное, то это была ревность к его репутации самого молодого военного атташе в истории. Но в любом случае он был всего лишь мичманом, который никогда не получит возможности оказывать влияние на свое окружение. Кроме того, Юлиан понимал, что со стороны выглядит собственность адмирала Яна, и если он допустит ошибку, это скажется и на адмирале. Так что ему следовало быть вдвойне осторожным. Но он не мог свернуться в шарик подобной жу, изолировавшись от мира. На нем лежали обязанности военного атташе, и даже если козни людей тронь, то будут мешать их выполнению. Это не значило, что он мог ими пренебречь. Ильян никогда особо не заботился о своей одежде, в официальных случаях его вполне устраивала форма. Всякий раз, когда Ян с Юлианом шли за покупками, отсутствие чувства стиля побуждало Яна втянуть подопечного в магазин и оставить дело более знающему продавцу. Сам он довольствовался дешевыми вещами, но всегда старался найти для Юлиана что-то качественное. Возможно, это был его способ показать восхищение тем, как одежда сидит на юноше. Алекс Касселин по этому поводу говорил, что Ян и Юлиан принадлежат к разным классам. Но Юлиану и не нужно было производить на кого-то впечатление, поэтому он и не придавал внимания одежде. В случае же Яна это всегда было большой неприятностью. В военном эташе поручались важные задания по сбору и анализу информации и наблюдению за жизнью людей на физзане. Это была работа, требующая доверия. Одетый как гражданское лицо в джинсы и кремового цвета водолазку и со своими длинными льняными волосами, Юлиан, как и Ян, не был похож на военного. Сопровождающий его Машенга безуспешно пытался скрыть под одеждой внушительную мускулатуру и в целом выглядел как гигантская черная черепаха, укрывающая мифического беглого принца, на взгляд его красных глаз был полон уважения, а его присутствие помогало России честь витавшей в воздухе опасности. Закончив все дела, связанные с работой, они вместе вышли на улицы Физзана. Офисные здания тянулись в обе стороны от места, где начальство и коллеги воспринимали их как помеху, Будучи изгоями, им не приходилось рассчитывать, что в ближайшее время кто-то пригласит их на ужин. Юлиан и Машанга неторопливо прогуливались по шумным улицам. Однажды им на встрече попалась тайка из полудюжины девушек примерно одного возраста с Юлианом. Оценив его внешность, они принялись шушукаться между собой. Но когда он поднял на них взгляд, они взвизгнули и со смехом убежали. «А он миленький, правда?» – спросила подруга одна из них. «Хотя, похоже, он к такому не привык». Юлиан резко повернул в их сторону голову, в отличие от тонкости политики, в женщинах он совсем ничего не понимал. Окажись а сейчас рядом по план, он бы наверняка прочитал ему лекцию. Обнаружив боковую улочку, они вошли в магазин одежды. Продавец подбежал к ним и услужливо порекомендовал несколько вещей, проследив за взглядом Юлиана. «Это будет отлично смотреться на вас. Не каждый сможет носить такую одежду, но с вашей внешностью и чувством стиля вам такое идеально подойдет. Стоит довольно дорого. Вы, должно быть, шутите?» Продавать этот свитер за подобную цену убыток для нас. А мне казалось, в прошлом месяце цена была на 20 марок дешевле. Попробовал схитрить Юлиан. Думаю, вы ошиблись. В любом случае, можете проверить электронную газету. Там отслеживает индекс колебания цен до последнего цента. Юлиан кивнул, увидев, что у продавца есть и другие аргументы. Тогда я куплю ее, с энтузиазмом сказал он. Могу я получить чек? Он заплатил 90 физанских марок и подхватил купленный свитер. Неожиданный экстравагантный способ оплатить кое-какую информацию о жизни на Физзане. Позже, в летнем кафе, он просмотрел несколько электронных газет, чтобы проверить утверждение продавца. Цены стабильны, а качество товаров высокое. Финансовые проблемы редки, что означает крепкую экономику. «Да уж, совсем не то, что у нас», – не стесняясь, заявил Машенга. По сравнению с рушащимся на глазах Союзом, экономика Физзана оказалась прочной на всех уровнях, вплоть до последнего маленького магазинчика. Те, кто проливает кровь, те, чью кровь проливают, те, кто приказывают проливать кровь, и те, кто богатеют на пролитой крови, как и много разных видов людей существует, верно?» Голос Юлиана дрожал от сдерживаемой ненависти. Он никогда не слышал, чтобы Ян предвзято высказывался о Физзане, но сравнивая тех, кто приносил себя в жертву на поле боя с теми, кто хвастался процветанием и прибылью, полученной от этого, Юлиан не видел причин для снисходительного отношения к последним. Как он ни старался, ему не удавалось наложить на свою чувствительность военный фильтр. Покинув кафе, Юлиан и Машенга направились к представительству Империи на Физзане. Внутренне, конечно, не входили, а лишь посмотрев на его фасад. «Странно, не правда ли? Селить врагов рядом друг с другом!» Юлиан кивнул в ответ на замечание Машенга и бросил еще один взгляд на скрывающиеся среди деревьев белое здание. Возможно, за ними тоже наблюдала система инфракрасных камер, делая объектом насмешек каких-нибудь физзанцев. Часть 4. На следующий день в отеле Батавия состоялся прием в честь нового аташе. Ильян слышал, что здание представительства решили не использовать, чтобы избежать возможности того, что посетители установят жучки. Но разве в отеле не могут быть также заранее установлены жучки? Таким вопросом задавался Ильян, но не посетить приема, устраиваемого в его честь, конечно, не мог. Формальности необходимо было соблюдать. На примере Яна он уже знал, что быть почетным гостем означает изображить статую, «Причем голодную статую. Кроме того, из-за необходимости все анализировать, приходилось прикладывать большие усилия, чтобы просто улыбнуться. Но, как однажды со вздохом сказал Ян, жизнь, в которой можно обходиться безо всего, что не хочется делать, встречается столь же редко, как чистый металлический радий. Если кто-то наблюдал за ним, то и самому Юлиану нужно было использовать возможность для наблюдения». Кроме того, как представителю Яна ему необходимо было начать распространять вирус беспочтных слухов об оккупации Физзана флотом империи. У него не было иного выбора, кроме как привить этим вирусом собеседников, позволить ему проникнуть в сердца людей, неся свои мощные токсины, а потом ждать, пока проявятся симптомы. Если бы вирус достиг своего максимального эффекта, то вызвал бы раскол между народом и правительством Доминиона и правительство под давлением народа с неохотой разорвало бы этот тайный договор, в том случае, если бы он существовал, с Империей, позволив Союзу предотвратить вторжение через Физзанский коридор. И даже если подобного договора не существовало, юноша должен был удостовериться, посеют ли слухи подозрения по отношению к Империи среди народов Физзана и недоверие к собственному правительству, что также не позволит в будущем предоставить имперскому флоту проход через коридор. Союз от этого выигрывал в любом случае. Яна беспокоила то, что фюзанцы могут запаниковать и попытаться блокировать коридор своими силами, в результате чего между правительством Доминиона и имперцами произойдет кровопролитие. Такова вершина макеавелизма. Периферийные страны оказываются обмануты и приносят себя в жертву ради целого. Помогло Яну преодолеть это колебание осознания того, что когда проход имперцев превратится из гипотезы в реальность, жители Фюзана так или иначе что-то предпримут, но постараются избежать кровопролития а наличие или отсутствие слухов не сыграет особой роли. Так он писал об этом в своем письме Бьюкоку. «Хотя, как указывалось выше, я считаю, что правительство Физана заключило тайный договор с герцогом Лоенграмом из Империи, собираясь продать возможность прохода через коридор, но как на это отреагирует гордый своей независимостью народ Доминиона? Я бы предсказал, что вооруженного столкновения ни с Империей, ни с собственным правительством не возникнет, хотя у них будет шанс предпринять действия. это не значит, что они сделают невозможное возможным». В конце концов, они те, кто они есть. Кровь прольется только если они не смогут этого избежать. И в этом случае никакой мирной оккупации не получится. Проблема в том, что имперцы также могут воспользоваться моментом, когда жители Физана начнут действовать. Это имело бы для нас самые неприятные последствия. Тем более, что имперский флот уже пришел в движение, и разрабатывать безопасные контрмеры слишком поздно. Последняя часть заставила бьюкока и читавшего это письмо кассельно почувствовать, что иногда Ян слишком уж хорошо видит будущее и видит самый худший из возможных сценариев. Ян, несомненно, был наделен талантом стратега, но, по его мнению, намерения и успех в реализации своих стратегий сами по себе мало что значили. Он считал, что главное — это не гнаться за личной или государственной выгодой, и это была весьма необычная позиция для профессионального военного, в столь молодом возрасте достигшего такого высокого положения. Как всегда, находились те, кто критиковал Яна за недостаток убежденности и прямоты, отмечая, что, хотя он не видел в войне ничего праведного, его успехи и карьера напрямую были связаны с количеством убитых врагов. Юлиан, разумеется, не разделял этого мнения, и сам Ян лишь горько улыбался в ответ, думая, что даже за это его могут подвергнуть критике, ведь он пренебрегал своим человеческим долгом отстаивать правильность своей позиции. Юлиан стоял посреди толпы, одетый в белую парадную форму, предназначенную для офицеров. Его длинные, немного непослушные льняные волосы, тонкие черты лица, живые карие глаза и прекрасная осанка привлекли внимание многих собравшихся. Будь здесь Райнхард, он бы поражал всех своим великолепием, словно был единственной хроматической нитью в ахроматическом гобелене. Юлиан, возможно, не оказывал столь сильного воздействия, но производил впечатление человека, который находился именно там, где он должен быть, незаменимого углового элемента большой головоломки. Физанские господа и леди бурлили разговорами вокруг самого молодого военного аташа в истории, и то тут, то там по комнате проносились волны смеха, словно лопались пузыри на кипящей жидкости. Как и предвидел Юлиан, постоянно держать улыбку становилось всё труднее. «Как вам показался Физан, Мичман?» Но ну, я впечатлен здешней чистотой, чисто даже на задворках. А еще количеством домашних животных и их ухоженностью». «О, так у вас есть некоторые эклектические интересы?» Елиан мысленно вздохнул. Его ответ был метафоричен. Чистота на задворках была способом сказать, что физанское общество работает сложено, а многочисленные, сытые домашние животные, что жители Физзана имели материальный достаток и даже избыток средств. Хотя Ильян намекнул, что оценил совершенную экономическую и государственную мощь Физзана, этого, похоже, никто не понял. Юноше показалось, будто он выстрелил в пустоту. Окажись а, рядом Ян, он бы наверняка подмигнул ему и назвал позером, заставляя подопечного покраснить и отвернуться. «А что вы думаете о здешних девушках, Мичман?» Его собеседник, достаточно опытный в таких разговорах, чтобы помочь почетному гостю-новичку, сменил тему. «Все они очень красивы и полны жизни». «Весьма тактичный ответ с вашей стороны». Говорить правильные слова, пусть и не искренние, позволило бы ему пережить этот вечер. «У Физана есть все, от прекрасных девушек до систем терраформирования. Все, что только может понадобиться. И имея нужные ресурсы, все это можно получить. В вашем случае, Мичман, вы наверняка могли бы заполучить сердце девушки бесплатно». С помощью одной лишь улыбки. Я так завидую. Я посмотрю, что я смогу сделать. Рисковато ответил Юлиан, что заставило его чувствовать себя еще больше не в своей тарелке. Он не мог не думать, что переусердствовал. Кстати говоря, насчет покупок. Юноша сменил тему и поджег фитиль на своей бомбе. Я обеспокоен слухами о том, что имперцы купили право прохода через коридор вместе с независимостью Физзана. Прошу прощения. Это был избитый способ отвечать вопросом на вопрос. Ильян последовал этому примеру, перефразировав свой. «Физан хочет продать Империи свой коридор как товар?» «У юного мечмана богатое воображение. Продать независимость Физана, да еще Империи!» Голос мужчины дрожал от смеха. «Хотите сказать, что Имперский флот пройдет через Физанский коридор и вторгнется на территорию Союза? Нет, история, конечно, отличная, но...» Человек перешел на проповеднический тон. «Разве это не слишком надумано? Физанский коридор — это настоящий океан мира!» Через него проходят только пассажирские торговые суда. Военным же судам нет сюда хода. И кем же это установлено? Не слишком вежливо спросил Юлиан. Кем установлено? Переспросил мужчина, попытавшись рассмеяться, но ему это не удалось. Остальные, собравшиеся вокруг них, поняли, что юноша спрашивать всерьез. Стоя среди напряженных взглядов, Юлиан поднял голос, чтобы его услышали все. Если люди установили закон, люди могут его отменить. Учитывая то, как агрессивно действует герцог Райнхард фон Лоенграмм, мне не кажется, что он собирается следовать всем старым традициям. И я никогда не слышал, чтобы император сбегал со своей родины. Аудитория шломленно молчала. Герцог Лоенграмм спокойно нарушает традиции и неписанные законы, чтобы побеждать и завоевывать. Не думаю, что кто-то может поспорить с этим утверждением. Начались стихии перешептывания, даже если у кого-то и были возражения, он не решался озвучить их. Предположим, что у герцога Лоенграмма действительно есть такие амбиции, «Однако я сомневаюсь, что люди Филзона так легко продадут свою гордость». Юлиан говорил небрежно, но сердце его трепетало. Не зная, как будет воспринята его провокация, он плавал в темных водах. Стройный молодой человек, беседующий с соседней группой, бросил острый взгляд на юного почетного гостя. «Какой проницательный мальчик», — подумал помощник правителя Руперт Кистельринг. Тем не менее, было странно, что юноша сам пришел к такому выводу. «Наверняка за ним стоит Ян Венли». Кесль коротко поклонился своим собеседникам и перешел к группе, окружавшей Юлиана. Не прошло и минуты, как он уже стоял рядом с ним, готовый взять в свои руки управление беседой. И все же даже в этом случае Физзан, продавший свою независимость империи, это слишком уж смелое предположение. Вам не кажется, Мичман? Правда? Я не думаю, что независимость, пусть даже формальная независимость, является высшим приоритетом для Физзана. Но болезок к тому. Не стоит недооценивать этого Мичман Менс. То, как Руперт Кесселеринг сделал акцент на имени Юлиана, вызвало у него дрожь. Его презрительное превосходство распространилось в воздухе. Между Кесселерингом и Юлианом было 7 лет разницы в возрасте, но другой разрыв был еще больше. Не в интеллекте, а в независимости. Молодой помощник Рубинского видел, что Юлиану все еще не удалось уйти из-под направляющей его руки Яна. К счастью, в этот момент вмешался капитан Виола, своим громким классическим голосом рассеяв ядовитую атмосферу. «Мечман Менс, вы пришли сюда познакомиться со всеми, а не спорить. Вы забыли свое место? Я приношу всем свои извинения. Прошу не сердиться на нашего нового атташе. Боюсь, он позволил юношескому пылу взять верх над собой». Иногда даже подобный снобизм мог быть эффективным. Заиграла музыка, и пустые разговоры вновь вспыхнули между гостями. Часть пятая Руперт Кислеринг вздохнул, сидя на водительском сидении своего ланкара. Вздох был вызван скорее алкоголем, растекшимся по его венам, нежели реакцией на разочарование. Интерьер машины был тусклым, освещенным лишь светом 4 экрана его визифона, на котором все еще светилось лицо энергичного лысого человека, слушавшего рассказ Кислеринга о прошедшем приеме Адриана Рубинского. Все это может означать лишь то, что Ян Венли, по всей видимости, разгадал стратегии имперского флота. И что теперь? Даже если это правда, он ничего не сможет поделать. Разве? Кисл Ринг притворно рассмеялся, но ну и сам никак не мог вытащить муху подозрений из супа своего разума. Мичман Юлиан Минс не представлял проблемы, но он не был настолько самонадеян, чтобы хоть на миг отвернуться от Яна Венли. Как бы то ни было, этот мальчик действительно произнес несколько весьма определенных слов на приеме. Конечно, все были пьяны, но мне интересно, многие ли вспомнят сказанное им утром, и если их интерес превратится в политические спекуляции, то что тогда? Слишком поздно. Какие бы сомнения их не охватили, нет времени что-либо предпринять. Я бы не стал беспокоиться об этом. Выключив визифон, Руперт кисленько еще некоторое время продолжал смотреть на него, а потом пробормотал себе под нос: даже если я беспокоюсь, то не о тебе. Выйдя из ландкара на улице Куборг, Руперт Кисельринг быстрым шагом вошел в старое здание. Бесполый механический голос подтвердил его личность, голые бетонные ступени, ведущие под землю, были крутыми, но идеальный контроль над скоростью движения удерживал его от того, чтобы споткнуться. Коридор сделал поворот, за которым Кисельринг уперся в дверь. Когда он открыл ее, то его тело оказалось омыто болезненным оранжевым свечением». Он посмотрел вниз на фигуру, скрючившуюся на диване, словно умирающее животное. «Как вы себя чувствуете сегодня, епископ Дексби?» В ответ раздался жалкий хрип, уголок рта Кисельринга поднялся в насмешливые улыбки, в плохо проветриваемой комнате носился пьянящий дым. «Алкоголь, наркотики, женщины. Вы потворствовали каждому существующему греху, несмотря на то, что вы религиозный человек, проповедующий воздержание», «Интересно, отнесется ли со снисхождением его святейшества великий епископ земли к вашей распущенности?» «Это ты заставил меня принять наркотики!» — прохрипел молодой епископ. Капилляры в его глазах полопались, создавая впечатление, будто бледные радужки плавают в Красном море. «Разве не ты подсыпал их мне, а потом толкнул в бездну разврата?» «Богокольник!» «Со дня на день настанет время, когда ты осознаешь глупость своих действий!» «Так сделай это со мной!» «Что это будет?» Молния с чистого неба? Или, может быть, метеорит? Ты совсем не боишься правосудия?» «Правосудие?» Молодой помощник правителя сардонически рассмеялся. Родольф Великий не стал правителем вселенной благодаря избытку правоты. Да и Адриан Рубинский получил место правителя Физана не за свой безупречный характер. Они достигли своего положения благодаря тому, что оказались сильнее других. Правит самый сильный, а не самый праведный. В его голосе звучало равнодушие. Да и не существует такой вещи, как абсолютная справедливость, поэтому судить о чем-либо на этом основании бессмысленно. Многие миллионы людей, погибших от рук Рудольфа Великого, умерли потому, что настаивали на своей правоте, несмотря на отсутствие у них власти. Если бы у вас была сила, вы могли бы жить, не боясь гнева епископа, что подводит вас к тому, о чем я хотел сказать. Он перевел дыхание: Меня не волнует религиозная власть. Можешь забрать себе ее всю, если пожелаешь. Если каждый из нас станет гуру в своем собственном мире, у нас не будет причин завидовать друг другу. Я не понимаю, о чем ты. Не понимаешь? Я говорю, что отдам тебе землю вместе с церковью земли. Епископ молчал. Я свергну Рубинского, а ты займешь место великого епископа. Дэксби продолжал молчать. Это больше не их эпоха. 800 лет ненависти на земле могут отправляться к дьяволу. С этого момента мы с тобой. Он закрыл рот и, нахмурившись, посмотрел на внезапно расхохотавшегося Дексби. «Ты забыл своё место, глупец!» Глаза Дексби горели доменной печью, раскаленные от необузданных эмоций. Его тонкие губы изогнулись, а из горла слышался гневный рык. Молодой епископ, одетый в чёрное, дрожал всем телом. «Ты с твоими неуёмными амбициями и поверхностным мышлением хочешь бросить вызов его святейшеству великому епископу? Это просто смехотворно!» «Мечтай своими собачьими мечтами, свет отец! Но не пытайся бороться со слоном! Это для вашего же блага!» «Мне кажется, вы уже достаточно посмеялись за мой счет для одного дня, епископ!» Руперт Киселеринг не привык к насмешкам и не хотел привыкать. Только победители имеют эту привилегию, а он хотел быть победителем. «У меня есть записи всех твоих порочных игр с женщинами, наркотиками и выпивкой. Если ты откажешься от сотрудничества, я использую их по своему усмотрению». «Понимаю, что это клише, но оно проверенное и верное, и поторопись с ответом. Горязный пес!» — ответил ему епископ, но голос его к этому моменту стал слабым и лишенным рвения. Юлиан Минс в ту ночь много ворочался в своей постели, что было для него необычно. После приема во рту остался горький привкус, так что он один раз даже встал, чтобы прополоскать его водой. Он перебирал свои воспоминания, задаваясь вопросом, мог ли сделать что-то лучше. Юноша очень остро чувствовал свою неопытность, и это заставило его краснеть, лежа в темноте. Существует много различных видов сражений. Это ему было прекрасно известно, но было кое-что другое, что он знал еще лучше. Вид сражения, порожденный его небольшой стычкой с Рупертом Кистельрингом, ему очень не нравился. Если уж ему вообще придется сражаться, он бы предпочел, чтобы битва происходила на просторе космоса, среди звезд где он мог бы применить свои храбрости и изобретательность противостояния с героическим Райнхардом фон Лойнграмом. Конечно, это были возмутительные амбиции. У Юлиана не хватало сил, чтобы перечислить все черты, в которых Райнхард превосходил его. Даже Адмирал Ян совсем не обязательно был способен встать в равен с гением Райнхарда фон Лойнграма. А он, Елиан, едва ли был достоин целовать ноги Адмирала Яна, но, как сказал лейтенант Шнайдер, «Иногда, чтобы победить самого умного, требовался обычный человек». Этот клубок мыслей никак не давал ему уснуть. Елеану внезапно захотелось выпить, только теперь он начал понимать источник вредной привычки Яна. Возможно, это оказалось самым большим его прозрением за эту ночь. За пределами кровати Елиана мир продолжал бесшумно грохотать. Глава восьмая. Приглашение к Реквиему. Часть первая. Наступил ноябрь, и с ним пришло известие, что искра на подожженном фитиле быстро приближается к точке воспламенения. Имперский флот ежедневно проводил боевые учения и всевозможные симуляции, накапливал материальные ресурсы, ремонтировал и проверял технику и оружие, готовясь к беспрецедентной военной кампании. 4 ноября адмирал флота Роенталь в качестве генерального инспектора провел крупномасштабные маневры с флотами, насчитывавшими суммарно 30 тысяч кораблей. Эти маневры вышли настолько интенсивными, что во время тренировки погибло более сотни человек. Не относящиеся к военным действиям дела шли гладко, представитель Физзана в империи Николас Болтек по приказу Рейнхарда отправил на Физзан сообщение, что имперский флот готовится к атаке на Изерлон. Взамен Болтек попросил должность нового правителя Физзана. А Райнхард никогда не считался скрягой, поэтому Болтек верил, что его просьба будет удовлетворена, но ответ Рейнхарда оказался даже быстрее, чем он ожидал. Завоевав союз, Рейнхард не собирался ставить кого-то на роль опосредованной власти при объединении новой территории со старой. Физан лучше всего было взять под прямой контроль. А Болтеку Райнхард предпочел бы дать хлебное местечко с большим жалованием и покончить с этим. Хотя это был правильный способ правления, воплощать принципы макеавелизма и концентрировать всю ненависть физанцев на Болтаке не казалось необходимым. Однако в конечном счете Райнхард все же пообещал ему должность правителя, как он однажды сказал Берштейну, он предполагал, что Болток все равно не продержится долго и вскоре потерпит неудачу в попытках поддерживать общественный порядок. Но Болток должен был взять на себя всю ответственность за поддержание порядка на Физзане во время войны и обеспечить сотрудничество с имперским флотом. Таким образом, Болток продолжил передавать ложную информацию на свой родной Физзан, Конечно, при этом она должна была максимально соответствовать тому, что сообщают обычные граждане. В уме он уже считал свою преданность Рубинскому действиями другого себя из другой жизни, Сначала Болтек не ожидал, что его ошибка в общении с Райнхардом вынудит его продавца, но затем, чтобы оправдать себя, он нашел вину в Рубинском и смирился. О а наследнике своей прежней должности, Руперте Кислеринге, он почти не думал. Впрочем, в этом Болтек был не единственным. Многие считали Кисельринга лишь спутником на орбите Рубинского. 8 ноября Райнхард отдал последние приказы и сделал последнее назначение в отношении операции «Рагнарёк». Во-первых, он мобилизовал большой авангардный флот, направив его в сторону Изерлона, и пока все глаза будут прикованы к Изерлонскому коридору, он должен был одной быстрой атакой оккупировать Физан и захватить контроль над Физанским коридором. Приказ о вторжении на Физан находился под юрисдикцией адмирала флота Вольфганга Миттермайера и только его одного. Оправившийся от ран адмирал Нейхард Мюллер возглавил вторую группировку войск, следующую за флотом Ураганного Волка Мюллер страстно желал принять участие в захвате крепости из Орлона, чтобы искупить свою прошлую ошибку, но в данном случае ему пришлось обуздать свою жажду мести. Третьей группировкой командовал лично главнокомандующий империи Райнхард фон Лойнграмм. Под его непосредственным командованием находились пять вице-адмиралов Алдринген, Браухич, Карнап, Гринеман и Турнейзен. Начальник штаба Аберштайн, старший адъютант контрадмирал Штрейт и второй адъютант старший лейтенант Рюке вместе с главным секретарем канцлера хильдегарды фон Мариендорф и начальником имперской стражи капитаном Кислингом, находились на борту флагманского корабля «Брунгильда». Впервые должность на этом корабле получила женщина. Четвертой группировкой Рейнхард назначил командовать адмирала Штейнмитца. Этот высокородный аристократ с долгой и богатой карьерой по защите границ имел прежде звание вице-адмирала. После Липштадтской войны он поклялся в верности Рейнхарду и получил звание адмирала, к которому так стремился». Арьергардом поручено было командовать адмиралу Валину, тот был помощником Зигфрида Кирхиаиса во время Лепштадтской войны и храбро сражался, превосходно себя зарекомендовав. На этого превосходного полководца, сочетающего в себе смелость и тактические умения, в этот раз была возложена тяжелая задача по обеспечению связи между Физанским коридором и Империей. В общей сложности силы Рейнхарда насчитывали 87 500 кораблей в составе флота и 12 миллионов солдат. В том числе 4 миллиона наземных войск, призванных захватить и контролировать оккупированные территории Физзана. В то же время мощная ударная группировка направлялась в Изерландский коридор, хотя ее целью являлись диверсии и отвлечения внимания, при очевидной слабости создать нужное впечатление не удалось бы. Поэтому был создан соответствующий баланс между военной силой, а также человеческими и материальными ресурсами. Кроме того, в зависимости от обстоятельств, на это подразделение возлагалась грандиозная и тактически важная обязанность, пройти через Азерлонский коридор, проникнуть на территорию Союза и слиться со своими товарищами, вторгшимися со стороны Физзана. Лидерство, хладнокровие, проницательность и умение мыслить масштабно – все это, наряду с выдающимися тактическими и стратегическими навыками, требовалось от командира данной группировки. Так что на эту должность был назначен адмирал флота Оскар фон Руенталь. Его заместителями стали адмиралы Люц и Ранан Камф. Люц, как и Вален, прежде был помощником Зигфрита Кирхиайса, а Камф, как и Штайнменс, вошел в штаб Райнхарда после Левштадтской войны, получив звание адмирала. Хотя он уже был высокопоставленным офицером в то время, когда Райнхард был еще мальчишкой, внешне он казался просто худым мужчиной средних лет. Адмиралам Фаренхайту и Биттенфельду, как командирам резерва, было приказано находиться в режиме готовности, Оба они были храбрыми полководцами, достойными того, чтобы присоединиться к решающей битве. Кроме того, флот Беттенфельда, Шварц Лансенрайтеры или Черные Уланы был неплохим дополнением. Адмирал Кеслер оставался на Одине как командующий обороной столицы и вместе с адмиралом Миклингером должен был ждать дальнейших приказов. В дополнение к его обязанностям в Министерстве военных дел ему также поручалось важнейшее дело по снабжению организации подкреплений в качестве начальника тыловой службы. Об атаке на Изарлон было повсеместно объявлено, и многие знали точную дату и время отбытия войск со столичной планеты. Это также являлось частью стратегии. Можно ожидать, что имперский флот под командованием адмирала Роенталя направляется к Изарлону. Эта провокация оказалась единственным, о чем сообщила разведывательная сеть Союза к себе на родину. Столица Союза Хайнесен была потрясена новостями, ведь ее жители уже начали привыкать к установившейся гармонии. Так же, как в приходе весны вслед за зимой, они не сомневались в том, что перемирие будет продолжаться, да и почему они должны были сомневаться в этом. На пути имперцев стояла неприступная крепость Изерлон, которой командовал непобедимый молодой полководец, так что у них не было причин предпринимать безнадежные попытки вторгнуться на территорию Союза. Все воспоминания о недавнем непримиримом обращении с этим выдающимся полководцем в правительстве постарались забыть. Когда высшие военные и правительственные чины собрались на встречу в Комитете обороны, Слово попросил адмирал Бьюкок. Не сразу, но ему все же предоставили возможность говорить. Старый адмирал сказал о том, что любые попытки напасть на Изерлон могут быть лишь диверсией, в то время как главные силы врага наверняка нацелились на Физзан. Речь Бьюкока поразила собравшихся чиновников, но произведенное им большое впечатление сыграло против него же. Оппозиция набросилась на адмирала с циничными насмешками. «Главнокомандующий Бьякок, это лишь ваши домыслы. Не могу представить, чтобы Фезан готов был пожертвовать своим нейтралитетом и более чем вековыми традициями изговориться с Империей. В первую очередь потому, что в случае усиления Империи само существование Фезана окажется под угрозой, они не могут не принимать этого во внимание. Фезан продолжает получать большую прибыль, вкладывая большие деньги в Союз. Если Союз станет частью Империи, все их усилия окажутся бесплодными. Станут ли они делать нечто столь контрпродуктивное?» Старый адмирал остался равнодушен к этим высказываниям. «Все верно. Физан вкладывает внушительные суммы в Союз, но эти деньги идут на шахты, земли и предприятия отдельных планет Союза, а не государству в целом. Так как капиталы, вложенные ими, остаются в безопасности, я сильно сомневаюсь, что физанцы лишатся сна из-за легкого потрясения, которым станет для них разрушение государственной структуры Союза». Сделав это замечание, Бьюкок нанес жестокий удар. Или, может, Физзан на самом деле вкладывает деньги в наше правительство? Адмирал, вам стоит вести себя более сдержанно!» Сказал председатель комитета обороны Айленс, останавливая упреки старого адмирала. В словах Бьюкока был намек на возможность того, что некоторые члены правительства тайно брали взятки в виде откатов от Физзана. Впрочем, те готовы были поклясться чем угодно, что ничего подобного не было, Среди отцов-основателей вроде Али Хайнесона было бы немыслимым, чтобы высокопоставленные чиновники подражали худшим чертам физанцев, обменяв долг и честь на деньги. Но за прошедшие столетия никто и никогда не задумывался об их преемниках. Более того, сговор между политиками и средствами массовой информации гарантировал, что в сознании граждан никогда не появлялась и мысль о возможной нечистоплотности чиновников. Единственным, что все же освещалось, были разногласия между политическими партиями». В итоге замечания Бьюкока были опровергнуты как бездоказательные предположения, и собрание приняло решение усилить бдительность на Орлонском направлении и подготовиться к возможности отправки подкреплений боеприпасов в случае необходимости. На этом все члены собрания, за исключением одного, и удовлетворились. Часть вторая. Капитан второго ранга Нильсон был капитаном Улисса, Оленкора из Орлонского патрульного флота. Последние несколько дней он был несчастен, так как о причинах он никому не сказал, подчиненные использовали свою свободу говорить, чтобы заполнить этот пробел. Говорили, разумеется, когда старшего офицера не было рядом, а предположения строили множество. Быть может, он получил отказ в продвижении по службе? Или проиграл драку с женой? Кто-то краем уха слышал, что их командир в пух и прах проигрался капитану третьего ранга по плану в покер, Другой утверждал, что проигрыш в покер имел место, но соперником был генерал-майор Шонкопф. Среди всех этих слухов приз за самое нелепое предположение по праву достался бы младшему лейтенанту Филдсу, заявившему следующее. «На самом деле капитан влюблён в Юлиана Менса, но, как все знают, тот отправился на Физан, чтобы стать военным аташе. Вот потеря его безответной любви толкнула капитана в бездну отчаяния. Давайте будем с ним полегче». Слышавшие это смеялись до колик, хотя все отлично знали, что капитан Нильсон – нормальный старик, не замешанный ни в каких извращениях. И все же смех поднимал настроение и помогал скоротать время. Истинной же причиной депрессии капитана был внезапно разболевшийся после 40 лет зуб мудрости. Почти все спутники наблюдения, установленные Яном в коридоре, были уничтожены во время рейда флота Кемфа в начале этого лета. Неспособность заменить их в результате сокращения бюджета нанесла значительный удар по способности раннего обнаружения врага. Ян неоднократно запрашивал дополнительное финансирование у Комитета обороны, но бухгалтерия еще не завершила ревизию, и поэтому согласно правилам оно не могло быть предоставлено. Это дело не могло быть частью кампании против Яна, развязанной Верховным Советом, а являлось просто побочным эффектом слабого государственного аппарата. Ситуация выглядела удручающе. Однако наблюдение останавливать было нельзя, поэтому пока средства на новые спутники не были выделены, силами гарнизона крепости был организован пилотируемый патруль. И вот наступило 20 ноября, Улисс два дня как находился в патруле. Когда капитан Нильсон, державшийся за щеку, получил известие о появлении на системах дальнего обнаружения меток вражеских кораблей, у него не было сил удивиться. Хотя капитан был смелым человеком, боль стащила его физически и морально. Просто невероятное количество кораблей! Невозможно точно подсчитать их! Оператору систем наблюдения много раз приходилось оказываться в подобной ситуации, но в этот раз он вздрогнул, как в самый первый. Что будем делать? Сражаться? Капитан обозвал его идиотом. Патрульный флот из Орлона оставался непобедимым, потому что никогда не вступал в заранее проигранные бои. Я натучил своих офицеров от бесполезных действий. Чего вы ждете? Не можете убегать быстрее! Флот Руэнтали обнаружил линкор Союза, когда тот запустил двигатели и, забыв обо всяком боевом духе, рванул прочь. Но на вопрос, начинать ли его преследование, адмирал ответил, что пока не стоит. Он предпочитал, чтобы Нильсон вернулся в крепость и рассказал о приближающемся имперском флоте, как и его друг и коллега Миттермайер, Руэнтоль был не из тех, кто любит охотиться на мелкую добычу. Но сейчас его противником был Ян Венли, самый изобретательный полководец Союза, Ей стоило сосредоточиться и забраться с духом, готовясь сразиться с величайшим врагом. Первый выстрел операции Рагнарек был произведен. Это также была первая нота реквиема по Союзу свободных планет. Получив известие о том, что линкор улис мудро отступил, он собрал офицеров своего штаба в конференц-зале крепости. Касселин потер живот, ощущая дискомфорт при воспоминании о трудностях первой половины этого года. У адмирала Кемфа тоже был сильный флот, когда он напал на нас весной. Но сейчас все будет еще хуже. Фредерика покачала головой. Я так полагаю, это часть большого плана герцога Лоенграма? Ян кивнул. Действительно, это было локальное проявление эпической стратегии, начавшейся с побега императора Эрвина Йозефа II. Если бы Райнхард просто подражал бесплодным многолетним попыткам Союза захватить Зерлон, им нечего было бы опасаться. «С этого момента нам следует воздержаться от отправки Улиса в патруль», — скрестил руки на груди Мурай. Всякий раз, как он туда отправляется, он приводит за собой врага. Ян бросил взгляд на своего начальника штаба, не понимая, шутит тот или же говорит серьезно. Он надеялся на первое, но выражение лица Мурая говорило об обратном. Хорошо, давайте держать это в уме. Можно просто поднимать уровень тревоги, когда Олис отправляется в патруль. Ян приказал начальнику службы безопасности крепости Шонкопфу и главе администрации Кассельно подготовить все в соответствии с протоколом. Союзники за спиной, столицы, находящиеся в четырех тысячах световых лет, вызывали у Яна большую головную боль, чем враги перед ним. Пока поле боя ограничивается из Орландским коридором, правительственные чиновники с облегчением думают, что могут положиться на неприступность крепости и тактические умения Яна, но когда имперский флот нарушит их спокойствие, ворвавшись через Физзанский коридор, откуда его никто не ждал, они точно будут охвачены паникой. Что если они прикажут бросить из и мчаться на спасение столицы? Тогда у них не будет выбора, кроме как подчиниться. Он знал это. Как сказал Юлиан, солдаты обязаны выполнять приказы. Выбор здесь был не за ними, но на пути стоял Руэнталь, знаменитый адмирал, один из двойной звезды имперского флота. Так что при всем желании спасти столицу будет непросто. В наихудшем сценарии крепости Зарлон изначально принадлежавшие имперцам, будет снова захвачена ими, а флот, идущий на помощь Хайнесону, будет атакован сзади и уничтожен. Обезопасить а крепость и направить флот в столицу, преодолев сопротивление врага, было бы ничем иным, как чудом. А если им это удастся, удовлетворит ли это чиновников? К сожалению, Ян был слишком честен с собой, чтобы надеяться на дружелюбие с их стороны. План Яна по защите из Орлона был следующим. Еще до прибытия противника он собирался вывести флот в коридор и устроить засаду, а когда противник будет атаковать крепость, напасть на него сзади, зажав клещи. Но хотя это была эффективная тактика, Действия Имперского флота оказались слишком быстры и систематичны, чтобы сыграть с ними такую шутку. Скольким планам и идеям в мире пришел конец еще до того, как они начали воплощаться в жизнь? И он отправил сообщение о нападении в столицу. Кроме того, он сказал, что это наверняка не самостоятельная атака, а лишь звено грандиозной стратегии герса Галлоинграма, с завершением которой станет вторжение через Физанский коридор. Хотя он понимал, что наверняка это окажется бесполезно, больше ничего он поделать не мог». Но главнокомандующий Бикок наверняка сражался в одиночку в Комитете обороны, и ему требовалась поддержка. Часть третья. Роенталь разместил свой флот перед крепостью Зерлон, убедившись, что она находится в недосягаемости молота Тора, главной батареи крепости. Количество кораблей во флоте Ройнтеля не могло не произвести впечатление на Яна, Скопление систематически расставленных светящихся точек на экране поражало своим масштабом и глубиной построений. Противник явно не мелочился, даже в атаке призванные лишь отвлечь внимание, и Ян не сомневался, что при первой возможности они захватят контроль над коридором при помощи своей колоссальной военной мощи и поприветствуют союзников, вторгшихся через Физанский коридор. В этой ситуации Яну чрезвычайно трудно было сделать первый шаг, а Руинталь, скорее всего, только и ждал, когда он его предпримет, вот если бы был способ обернуть это против него. Своими разноцветными глазами Роенталь смотрел на серебристый шар, отраженный на главном экране, его подчиненные, чье количество было сравнимо с населением большого города, напряженно ждали команды к началу его обстрела, и, наконец, они ее получили. Огонь! Более 300 тысяч орудий одновременно метнули копья света, Наружные стены крепости, защищенные четырехслойной композитной броней из закаленной стали, кристаллического волокна и суперкерамики, переплетенных зеркальным покрытием, побелели под ливнем отражаемых лучей. Крепость сверкала в космической тьме, словно гигантский драгоценный камень, затмевая находящиеся за ней звезды и посылая беззвучный сигнал на несколько световых лет в разные стороны. Хотя этот грандиозный обстрел уничтожил немало родийных башен и огневых точек, Сама крепость выдержала яростные потоки энергии, гордо зависнув в космосе. «Она даже не дрогнула!» Начальник штаба вице-адмирал Бергенгрюн был впечатлен увиденным. «Да и не должна была. Но мы обязаны выполнять свою задачу. Давайте покажем вам достойное зрелище». Хотя будущее было неопределенным, Рейнтель посвятил себя выполнению возложной миссии и не собирался давать повод считать себя некомпетентным. Ибо если человек не может даже выполнить своих обязанностей, то кто последует за ним, когда он решил пойти против Верховного Правителя? Популярность создается благодаря реальным достижениям. И пусть главной целью нынешней миссии являлось отвлечение внимания, но если он сможет перевыполнить планы захватить крепость Изерлон, победив талантливейшего Адмирала Союза, то его популярность и известность не будут знать границ. «Свяжитесь с Адмиралом Люцем. Пусть продолжает, как и планировалось, атаковать врага, наполовину окружив его». Как и Кирхиаис до него, он полагался на Люца. Хотя тот был не самым энергичным человеком, но следовал приказам с максимальной эффективностью. К примеру, в битве при Кифайзере он также идеально выполнял приказы, что помогло воплотить в жизнь великолепную тактику Кирхиайса и способствовало грандиозной победе. Сверкающие вихри взрыва в танцу заполнили гигантский экран командного центра крепости Изерлон. Как обычно, команда в бою, Ян сидел на столе, опершись локтем о колено и положив подбородок на ладонь. Хотя она не думала, что эта поза помогает думать, но она помогала расслабиться ему самому и успокаивала подчиненных, привыкших к этому зрелищу накануне очередной блестящей победы. И все же сейчас, когда он сидел там с налитыми от напряжения кровью глазами, нерушимая вера подчиненных слегка пошатнулась. Их командир иногда устраивал представления для них, но он был действительно вымотан. Флат готов вылететь в любой момент. Это было скорее призывом, чем докладом. Но Ян приказал оставаться на месте и находиться в боевой готовности. Враг все равно уже опередил их, и Ян хотел посмотреть на развитие событий. Рассматривая возможные дальнейшие действия Имперского флота, он увидел, как часть его, умело действуя, отделилась от остальных и заняла позиции полусферы вокруг крепости в пределах досягаемости ее главных орудий. Если они проигнорируют это, враг может войти в мертвую зону, где его будет уже не достать. Ян разрешил выступить, но так как сам был прикован к крепости, командование он доверил Фишеру и Аттенбору. Спокойные Фишер и обрадованные Аттенбору уже были готовы к взлету, когда Ян во вспышке озарения позволил Роенталю захватить инициативу. Имперский командующий, ожидавший атаки со стороны Яна, отреагировал через несколько секунд. Его выбор времени для нападения не мог быть лучше. Когда Ян поднялся на ноги на своем командном столе, Флоты уже вступили в ближний бой в пределах действия орудий крепости. Враги и союзники смешались, словно шахматные фигуры, и при попытке поразить врага позади него обязательно обнаруживались свои же корабли. Оставалось лишь вести огонь из малокалиберной артиллерии. Многие из кораблей не могли выдержать даже этого и рассеялись во всех направлениях, стремясь уйти от обстрела и ни с кем при этом не столкнуться. В таких условиях стало окончательно невозможно вести огонь из орудий крепости, которые попадали бы больше по своим, чем по врагам. «Неплохо. Совсем неплохо». Ян был впечатлен. У него не было причин обижаться при виде столь умело действующего противника. Он снова сел на стол и задумался, как лучше использовать эту ситуацию. Роенталь, очевидно, брал верх, и Ян думал о том, какие возможности у него еще остались. Роенталь тем временем спокойно наблюдал за ходом битвы. Если оставшиеся в крепости попытаются спасти свои корабли, они не смогут использовать для этого орудия крепости и должны будут отправить подкрепление. В этом случае Роенталь тоже пошлет подкрепление к своим. В битве на истощение Роенталь находился в несравненно лучшем положении. С другой стороны, имея дело с человеком по-разному называемым чудотворцем или волшебником, он подозревал, что тот в любой момент может вытащить из шляпы очередного кролика. Разумеется, Роенталь в нетерпении этого ждал. Часть четвертая. Флот Яна, отправленный из крепости под навигационным управлением Фишера и тактическим командованием Аттенбора, едва избежал уничтожения. Противники яростно обменивались ударами, сойдясь в ближнем бою, и во тьме космоса один за другим вспыхивали шары света. Левень энергии обволакивал имперский линкор Шонберг, и когда он продавил нейтрализующее поле и броню корабля, Шонберг превратился в такой же световой шар, а затем, расширившись в маленькую эфемерную звезду, растял в вечной ночи. Но не успело погаснуть его пульсирующее остаточное свечение, как рядом, прежде чем распасться на атомы, зажёгся новый огонек. Флот Союза также нес потери. Ленкор «Аксиана» был окружен тремя проворными эсминцами, которые умело взаимодействовали друг с другом и бомбардировали его ядерной шрапнелью, пока он не раскололся изнутри, корчась в агонии взрыва. Линкор «Любляна» поразили два луча энергии, и он распался на части, когда проломы от них соединились. В кругу, образованном соединенными руками смерти и разрушения, два флота кружились в борьбе изрыгая огонь. И в этот водоворот Ян бросил свежие силы. На мостике флагманского корабля Руэнталия, Тристана, глаза оператора систем наблюдения расширились, когда он увидел модели названия корабля на своем экране: Это линкор Гиперион!» Казалось, он сам сомневается в том, что говорит. Молодой адмирал Имперского флота был удивлен не меньше. Разумеется, внешне он этого никак не проявил, но все же и ему казалось немыслимым, чтобы вражеский командующий лично решил принять участие в сражении. Он много слышал о находчивости Яна, но было ли у него то, что нужно, чтобы возглавить армию. И Яну, и Руенталю было по 31 году, хотя, разумеется, это было простым совпадением, оба они ассоциировались с полем боя и могли похвастаться высокими званиями и выдающимися достижениями в столь молодом возрасте, что в это трудно было поверить. Все корабли полны вперед! скомандовал Роенталь. Они могли решить исход битвы одним ударом. Каждый офицер в Империи мечтал захватить или убить Яна. Это было бы непревзойденным достижением, и подобная перспектива воодушевила молодого Роенталя, еще больше подняв его боевой дух. Тристан возглавил Имперский флот, направившийся к Гипериону, но когда он уже почти вышел на дистанцию стрельбы, оператор закричал, а флагман содрогнулся от глухого удара, когда вражеский корабль протаранил его под углом. Штурмовик прилепился к днищу Тристана при помощи мощных электромагнитных захватов, включил тепловую дрель и распылил окислитель. Спустя примерно две минуты сквозь корпус корабля проникла двухметровая труба, через которую в Тристан проникло десантное подразделение в тяжелой броне. Так вот какую игру вел Ян. И великолепный адмирал вроде него, Оскара фон Руенталя, попался на столь дешевый трюк, используя свой флагман, на котором его даже не было в качестве приманки, Ян выманил Райенталя вперед, где к нему пристыковался штурмовик с десантом, возможно, с целью захватить командующего в плен. Сам план был предложен Шонкопфом, и он же взялся за его реализацию. «Тревога! Проникновение! Приготовиться к контратаке!» На фоне раздающихся предупреждений Рёва Сирен вдоль центрального коридора флагмана уже распространились звуки перестрелки и рукопашных схваток. Полк Розенриттеров, оснащенных композитными зеркальными щитами, способными отражать лазерные лучи, с безрассудной отвагой напал на врага и своими карбоновыми топорами украсил мозаикой свежей крови пол, стены и потолок. Впрочем, защитники были не менее храбрыми бойцами. Даже погибая под ударами топоров, они вели беспощадный огонь из своих винтовок, пока не падали в лужу собственной крови. «Не тратьте времени на эту мелочь! Нам нужен их командир! Найдите мостик!» — скомандовал Шинков подчиненным. Он стоял, опираясь на топор среди тел вражеских солдат, которым не суждено было больше подняться. Не дайте никому покинуть корабль! Заставьте их пожалеть о своем безрассудстве! Это скомандовал вице-адмирал Вергенгрюн, сделавший себе имя под командованием Зикреда Кирхиайса. После смерти рыжеволосого адмирала он стал начальником штаба Уруэнтали, но теперь, как ответственный человек, взял на себя командование защитой корабля от вражеского десанта. Следуя распоряжениям начальника штаба, имперские солдаты атаковали по обеим сторонам коридора, стараясь зажить противника в клещи. Шанкопф рванулся вперед и взмахом топора убил сразу двоих. Весь покрытый кровью их товарищей, следующими ударами он прикончил еще троих, набросившихся на него. Лишь сам генерал и двое его людей смогли прорваться, остальные же увязли во всеобщей резне. Случайность была на его стороне. Увидев группу вражеских солдат, бегущих к ним, Шанкопф открыл боковую дверь и прыгнул внутрь раздались удивленные вскрики, и два сопровождающих офицера солдата вскинули бластеры. Лучи скрестились в не слишком большой комнате, и по двое бойцов с каждой стороны с короткими вскриками упали. Шанков остался один на один с имперцем, все еще державшим в руках броню, которую собирался надеть, чтобы присоединиться к бою. Даже увидев противника в полной броне, он не стал звать на помощь, а повернулся к нему лицом и приподнял бровь. В дополнение к необычайной смелости у него имелась роскошная черная с серебром имперская униформа с золотыми деталями, которыми мог обладать только адмирал, что окончательно укрепило Шон Копфа в его догадке. Адмирал роенталь молодой адмирал, к которому обратились по имперски, кивнул верно угадавшему дерзкому лазутчику. Он самый, а ты, полагаю, один из псов Союза. Его голос был спокоен, что очень понравилось Шенкопфу. Противник не сдавался, зная, что это бесполезно. Он покрепче сжал свой топор. Меня зовут Вальтер фон Шанкопф. Запомни это на оставшиеся тебе секунды. Не успел он договорить, как его топор рассек воздух. Рейнталь не был столь глуп, чтобы попытаться заблокировать рубящий удар. Идеально контролируя свое высокое стройное тело, он мгновенно отскочил на 2 метра назад. Топор рассек воздух в том месте, где только что находилась его голова. Рейнтель попытался поднять свой бластер, но топор, словно игнорируя законы инерции, уже качнулся в обратном направлении, нанося удар с еще большей скоростью. Молодой адмирал пригнулся, и лезвие из черного алмаза лишь смахнуло прядь темно каштановых волос с его головы. Перекатившись по полу, Рейнтель вскочил и нажал на курок. Сверкающий клинок света пронзил бы шлем врага, но тот успел прикрыться топором, и все же рукоять не выдержала, сломавшись под выстрелом. Шанкоп метнул ставший бесполезным в ближнем бою топор и выбил бластер из рук Руэнталя. Мужчины, оставшиеся безоружными, посмотрели друг на друга и одновременно кивнули. Шанкоп вытащил из-за пояса свой боевой нож, а Руэнталь метнулся к одному из трупов и тоже вырвал у того окровавленный нож. Разгибаясь, он нанес удар, и клинок сверкнул в вертикальной дуге. Лезвия из суперкерамики столкнулись, ослепляя глаза снопом искр. Они кололи, рубили, отбивали удары и избивали друг друга с ног — танцуя в равном танце. Как бы ни старались они погрузить свои ножи в плоть противника, безупречный баланс их атак и защиты не просто было нарушить. За дверью послышался топот шагов Розенриттеров, наконец нашедших своего командира. Имперские солдаты не слишком от них отстали. Напав сбоку, полковник Каспер Лин скосил нескольких имперских солдат, купаясь в брызгах их крови, и перекатился по полу. Все больше имперцев стреляло по Розенриттерам, используя в качестве щитов тела своих павших товарищей. А злой рев, вспышки света и свежая кровь заполнили комнату, так и не определив победителя, Шанкопф и Раенталь были поглощены волной солдат. Спустя три минуты Розенриттерам пришлось отступить, и вице-адмирал Верген смог наконец добраться до своего командира. Ваше Превосходительство! Вы целы?» Роенталь молча кивнул и поправил растрепанные волосы. Его разноцветные глаза блестели от самоуничижения. Какой нелепой шуткой все обернулось. Ему, командиру флота, только что пришлось вступить в рукопашную схватку. Несмотря на то, что в прошлом году он храбро сражался с генералом Авлессором, сейчас ему улыбаться не хотелось. «Так это и есть печально известные Розенриттер?» «Да, похоже, что так. Нужно выйти из боя и отступить». Я слишком стремился к победе и пошел на поводу у врага, что привело к абордажной атаке на флагман. Прошу прощения, вы за это ответственности не несете. Я слишком погорячился, дайте мне немного остыть, и мы начнем заново. Когда Яну услышал о том, что враг отступает, то понял, что Руинталь обладает не только талантом, но и другими способностями правоклассного командира. Шанкоп, вернувшийся в крепость на десантом корабле, немедленно предстал перед Яном, чтобы дать отсчет в полной броне и со шлемом в руке. Его покрытый кровью доспех и бесстрашное выражение лица делали его похожим на одного из легендарных рыцарей круглого стола. Я почти взял его, но рыбка ускользнула, но все же нам удалось взять флагман на абордаж и вынудить врага отступить, так что не все так плохо. И все же жаль. Верно, хотя, возможно, они сейчас думают о том же. он оказался достойным противником, поединок был полностью равным. В конце концов изменить историю не удалось. Ян улыбнулся, и Шанков улыбнулся в ответ. Оба они понимали, что адмирал просто пошутил. Часть пятая. Руенталь проявил необычайные способности. Он вывел свой флот из ближнего боя и перестроил его, несмотря на продолжающийся огонь противника. Разумеется, Ян был не прочь воспользоваться отступлением имперского флота для атаки, но не видя разрывов, в которые можно было бы нанести удар, Отказался от этой идеи и вернул свой флот в крепость. Битва закончилась ничьей. Ян, скрестив ноги, сидел на своем командирском столе с неудовольствием потягивая из чашки чай. Причиной его угрюмого вида было не положение дел в войне, а вкус чая. Сами по себе листья были неплохими, но он слишком долго заваривал их, и теперь чай оставлял на языке привкус горечи. Воспоминание о том, как здорово получилось заваривать чай Юлиана, заставило его еще больше скучать по приемному сыну. При этом он прекрасно понимал, что подобные мысли эгоистичны. «Куда ни глянь, наткнёшься на талантливого врага!» Прокомментировал Кассельн, делая глоток кофе, который явно был ему не по вкусу. Ян свесил одну ногу со стола, чуть толкнув друга в плечо. Конечно, было бы лучше продолжить он атаку, но не зря же его называют одним из лучших полководцев Империи. Победить такого противника не могло быть просто. Ян никогда не стеснялся хвалить умелых врагов. Если бы у нас не было крепости, а было простое сражение флот на флот, удалось бы его победить, задал острый вопрос Шон Копф. Не знаю. С одной стороны, недавно мы победили Кемфа, но он уступал Ренталю в тактической гибкости, да и победа далась нам непросто. Все зависит от того, как лягут карты. Пожалуйста, не разочаровывайте меня. Я говорил прежде и повторю еще раз. Я верю, что вы способны победить Райнхардов фон грамма но что будет, если вы не сможете одолеть даже его подчиненного? Вы можете думать все что угодно, но одной верности мало для достижения результата». И Ян отвечал не только Шон Копфу, но и самому себе. Столкнувшись с храбрым Карлом Густовым Кемфом из имперского флота, он тоже полагал, что разница в силах слишком велика, чтобы справиться с ним, однако каким-то образом им удалось разгромить его, но теперь, как и сказал Кассель, ситуация обострилась еще сильнее, и к ним пожаловал даже более талантливый противник. Как бы то ни было, после первого столкновения враги держались на расстоянии от Зерлона, если бы имперский флот оказался в зоне досягаемости орудий, можно было бы открыть огонь или вовлечь его в ближний бой неожиданной атакой, но имперцы никак не реагировали на молчаливое приглашение. Ян использовал классический метод постепенного развертывания флота, надеясь выманить противника на дистанцию стрельбы, но безуспешно. Дисциплина у имперцев была железная, они отступали и наступали с почти артистической грацией, нервируя защитников крепости, но да не подходя достаточно близко, чтобы их можно было достать. Еще сильнее, чем прежде, Шон Коп пожалел, что не смог прикончить Рейнтали, когда у него был шанс. 9 декабря флот Рейнтали неожиданно перешел в наступление. Он прекратил свой патруль за пределами досягаемости орудий и, разбившись на небольшие отряды по 500 кораблей, применил тактику «бей и беги», атакуя с близкого расстояния, тут же отступая. Это была самоубийственная тактика, в случае прямого попадания энергетического луча молота Тора мощностью 924 миллиона мегаватт, эти 500 кораблей мгновенно обратились бы в космическую пыль. Никакая скорость и подвижность не спасла бы их, так как периферийные орудия и огневые точки крепости как раз и были предназначены для борьбы с подобными попытками уклонения. И все же, несмотря на это, Роинталь начал свою атаку. Таким образом, битва началась снова, с еще большей ожесточенностью и быстротой. Орудийные башни крепости получили несколько прямых попаданий, начиная светиться белым и растворяясь, словно соляные столбы. Оставшиеся же ответили, направив в небо стрелы энергии. Кроме того, некоторые небольшие корабли не смогли справиться с искусственной гравитацией Зерлона и выйти из пике, в результате чего разбились о стену крепости. Когда первая волна отступила, ее место заняла другая, поливая броню Зерлона непрерывными потоками огня. Спустя 30 минут имперский флот потерял более 2000 кораблей, а в крепости было зарегистрировано более 200 сообщений о повреждениях. Расчет Роенталя был тонок. С завидным умением его корабли приблизились через слепое пятно башен крепости и, сконцентрировав всю свою огневую мощь, смогли проделать брешь в стене, словно скальпелем вскрыв тело крепости. Хотя рана была и не смертельной, она изрядно потрепала нервозащитникам, которых превзошли тактически. Хотя Яна ожидал этой битвы, Ренталь с самого начала захватил инициативу. Его атаки сметали все, что вставало у него на пути, а со своими потерями он легко справлялся. Это была работа не художника, а инженера, привыкшего тщательно разрабатывать чертежи. Фредерика про себя волновалась, так как Ян почему-то действовал без обычного блеска и жизненной силы, хотя провал не был еще неминуем, а он становился все ближе. «Впервые участвую в столь скучной битве! сказал капитан третьего ранга Оливер Поплан, обедая в столовой для пилотов. Когда они выходили, враг не приближался, а когда враг напал, их не выпускали в космос. Сейчас битву вела лишь артиллерия, а защищала крепость лишь внешняя броня. И в этом не было ни малейшего удовольствия для человека с характером по «Самое странное тут — это поведение врага. Он играет с нами?» Иван Конев посмотрел на друга, надеясь, что тут развеет его сомнения. Поплан запил свиную колбасу и хлеб светлым пивом, а затем ответил предпочитая иметь дело с людьми, относящимися к войне как к игре. Вопрос был не о твоих предпочтениях. Я беспокоюсь о том, что могли задумать имперцы. Я тебя понимаю, но то, о чем ты волнуешься, наш командир обдумал уже давно. Пусть на любовном фронте он полный ноль, но никто не может превзойти его в талантах стратега, нашего неуклюжего гения. То есть он твоя полная противоположность? Конев подумал, что это циничное замечание может задеть его, но молодой ас, хваставшийся своим пилотированием в постели больше, чем в воздухе, спокойно рассмеялся. «Я не столь ограничен и выделяюсь в обеих сферах. А излишнее человеколюбие является недостатком для кого-то вроде меня». Как и сказал Паплан, мотивы действий имперского флота не были загадкой для Яна. Но он также знал, что ничего не может поделать, в результате чего на его сердце лежал тяжкий груз. Точно так же, как он сделал в прошлом году, разгадав стратегию и тактические планы Райнхарда с государственным переворотом в Союзе, он сделал и на сей раз. Но что это дало? Разве не лучше быть участником, чем предсказателем? Ведь это гарантирует куда более значимую роль. Будь рядом Юлиан, он сказал бы «Депрессия тоже ничем не поможет». А у Яна действительно была депрессия, столь сильная, что ему хотелось закричать «Да вы хоть знаете, что скоро случится с Союзом Свободных Планет?» Больше чем когда бы то ни было, он хотел, чтобы светловолосый юноша был сейчас рядом с ним, он глубоко сожалел, что отпустил Юлиана, и еще более досадным было то, что он никак не мог понять, были ли его сожаления обоснованными. Часть шестая Атака флота Руэнтолина и Узерлон закончилась неудачей 9 декабря. Несмотря на полученные повреждения, Изерлон в очередной раз доказал свою неприступность. И пришлось отвести свои корабли, но такое развитие событий лежало на поверхности и было ожидаемым. Основная задача имперского флота изначально состояла в том, чтобы нанести мощный удар по крепости, а затем сделать неудачу этой попытки известной Союзу и Физзану. Это был эпический, но горький спектакль. Правительство и граждане Союза, а за ними и Физзана, должны были оказаться введены в заблуждение, что приведет к ускорению исторических перемен. Командующий имперскими силами в Азерлонском коридоре адмирал флота Оскар фон Роенталь сообщил в столицу о крепкой обороне крепости и запросил подкрепление у герцога Лоинграма. Рейнхард выразил сожаление по поводу трудностей подчиненного и заявил высокопоставленным офицерам имперского флота о своем желании захватить Азерлон одним сильным ударом. Адмирал флота Вольфганг Миттермайер, адмирал Нейхард Мюллер и прочие командиры, чьи корабли находились в режиме готовности в ближайших к столице звездных системах, получили приказ выступать. «Отправляйтесь в Азерландский коридор и постарайтесь максимально эффективно выполнить свои обязанности. Если же вам понадобятся дополнительные силы, я лично покину столицу и присоединюсь к вам. Так точно, мы сделаем все, что в наших силах». Адмиралы знали, что в приказе Рейнхарда одно прилагательное было неправильным, и речь шла совсем о другом коридоре. Рейнхард провожал Миттермайера и остальных, отправлявшихся с главного военного космодрома Одина. Рядом стояла его секретарь Хильдегарде фон Мариендорф, вместе с ним наблюдая за тем, как флагманский корабль Меттермайера Беавольф прорывается сквозь плотные слои атмосферы, направляясь к звездам. Началось, не так ли? Взглянув на Хильду, одетую в черной серебряной униформой, ведущую себя как настоящий офицер, Райнхард кивнул с мальчишеским энтузиазмом. «Да, это начало конца, Фройляйн». Хильда посмотрела на Рейнхарда, и в ее памяти неожиданно всплыл образ ее кузена, барона Хайнриха фон Хюммеля. 18-летний дворянин страдал от врожденного нарушения обмена веществ и не мог, подобно Рейнхарду, оторваться от земли. Наоборот, он едва мог поддерживать собственную жизнь. Хильда пообещала себе, что перед отъездом обязательно навестит юношу, а потом снова подняла глаза к ночному небу, далеко за пределами того, что могли увидеть их глаза простирался бескрайний океан звезд, которым вскоре суждено было быть завоеванными. Часть первая Флот адмирала Вольфганга Миттермайера покинул имперскую столицу Один и предположительно взял направление на изерландский коридор. В этом были уверены большинство офицеров и солдат, но по мере продвижения флота некоторых стали одолевать сомнения. Офицерам-навигаторам постепенно становилось ясно, что с каждым варпом они все больше удалялись от Азерлонского коридора, и хотя поначалу казалось, что они бесцельно слоняются по космосу, в какой-то момент буквы в их головах сложились слово Физзан. Это было единственное место, кроме Азерлона, находящееся в ней имперской территории. Они не могли в это поверить. Их опасения подтвердились 13 декабря, когда о проведении операции «Рагнарёк», о чем на тот момент знали лишь адмиралы, было объявлено войскам. С мостика флагманского корабля «Беовульф» адмирал флота Миттермайер обратился ко всему флоту по видеосвязи. «Мы направляемся не в Озерлонский, а в Фюзанский коридор». Когда до двух миллионов солдат, слушавших «Ураганного волка», дошел смысл его слов, их охватило волнение. Миттермайер продолжил, как бы успокаивая их. «Оккупация Фюзана, конечно, не является нашей главной целью. Физан станет нашей тыловой базой. Мы пройдем через коридоры и разобьем мятежников, которые называют себя Союзом Свободных Планет. И тем самым положим конец конфликту, столетиями разделявшему человечество. Вот наша главная цель. Мы пришли не для того, чтобы завоевывать и повелевать, но чтобы перевернуть страницу нашей общей истории». Он глубоко вздохнул и продолжил. «Конечно, это будет непросто. Территория Союза огромна, их многочисленные войска приведены в боевую готовность, и у них есть великолепный командир, который поведет их в бой. Но контроль над Феззаном даст нам ощутимое преимущество Моя вера в ваше мужество сильна как никогда. И окрыленный этими словами флот Миттермайера продолжил свой путь в бездну. Физанское грузовое судно легкое наживо было впервые за шесть лет загружено до краев ценным грузом, полезными ископаемыми, и держало курс домой. Экипаж, состоявший из 14 человек, доверил это нехитрое задание навигационному компьютеру, а сам тем временем развлекался игрой в карты и шахматы, то и дело открывая рты, чтобы влить туда выпивку или рассказать, чем каждый из них займется по приезду. К примеру, один из мужчин успел скопить средства и планировал жениться на своей возлюбленной, когда вернется. Однако их безмятежное ожидание было нарушено необычным движением на главном экране, там россыпью появлялись светящиеся точки, и казалось, что им нет конца. Члены экипажа переглянулись, но удовлетворенного объяснения нельзя было прочитать ни на одном из лиц. Через три минуты оператор связи объявил: Эмперский флот! 10 тысяч, 000... нет, 20 тысяч кораблей! Но что здесь делает имперский флот? Это же нейтральная зона! А в воздухе раздался хор взволнованных голосов. Обычно молчаливый навигатор первым предложил объяснение. Враг собирается вторгнуться в Физанский коридор. Мы все думали, что они направляются к Изерлону, но похоже нас поимели. Он говорил так, как будто рассказывает похабную шутку, но под тонкой корой язвительности бурлила магма беспокойства и страха. «Так они собираются захватить Физан?» – спросил кто-то, надеясь услышать в ответ «нет», но в глубине души понимал, что этого не произойдет. «А сам как думаешь? Как ты можешь быть так спокоен? Дело дрянь! Нужно срочно связаться с Физаном!» Но к этому моменту уже 10 эсминцев и быстроходных патрульных кораблей направлялись к легкой наживе. Экипаж высылал предупредительные сигналы приближающимся кораблям в надежде, что те остановятся. Перед ними встал тяжелейший выбор. Даже физанцы, которых считали смельчаками, были напуганы этими непредвиденными обстоятельствами и не могли за секунду решить, как же отреагировать. «Еще есть время, прежде чем эсминцы откроют огонь. Нельзя терять ни секунды. Давайте убираться отсюда, пока еще есть такая возможность». «Ее нет. Они догонят нас в мгновение ока» сказал навигатор, не желая давать никому ложную надежду. А даже если нам удастся сбежать, все равно мы неизбежно встретимся с имперским флотом на Физзане. Так что лучше уж постараемся быть позговорчивей». Почему все это вообще происходит? Я думал, что между Физзаном и империей все будет по-прежнему, но... Похоже, времена изменились. По сути им пришлось признать, что они лишь простые зрители в этой исторической драме. Они так старательно и добросовестно работали, не жалея самих себя, увеличивали свое богатство, торопились домой полной надежд, что будут жить на полную катушку, но все поменялось по щелчку пальцев. История изменилась, а с нее времена. Государству, которым они все гордились, пришел конец. Легкой наживе гарантировали безопасность, экипаж передал судно под контроль и вернулся на Фюззан, окруженный кораблями имперского флота. Если бы они попытались сбежать, то были бы мгновенно уничтожены никому не удавалось уйти от ураганного волка. Перспектива, что их будет охранять двадцатитысячный имперский флот, тоже не служила поводом для радости. Через полдня торговый корабль Физдана Каприз был также замечен системой радаров имперского флота и получил приказ остановиться. В противном случае мы откроем огонь. Но экипаж Каприза был куда храбрее, чем их товарищи на легкой наживе, или куда глупее. Ослушавшись а приказа, они всерьез решили спасаться бегством. Когда приказ был проигнорирован в четвертый раз, у Миттермайера не осталось выбора. Через 30 секунд непроглядную тьму пронзили белоснежные лучи света и разорвали каприз. Члены экипажа молча смотрели, повесив головы, как главный монитор легкой наживы озарила вспышка. Понимая, что они сделали правильный выбор, а каприз совершил смертельную ошибку, они все равно молились об успехе бравой попытки каприза сбежать. 24 декабря флот Миттермайера вышел на спутниковую орбиту Фюззана. По пути, в Физанском коридоре, было захвачено 60 торговых кораблей и еще примерно половину от этого числа пришлось уничтожить. Ураганный волк рассчитывал встретить более героического противника, потому был крайне недоволен этой экспедицией, но он понимал, что впереди его ждало дело куда более грандиозное. Впрочем, сложно было сразу ответить, кому повезло больше, ему или его товарищу Оскару фон роенталю, который лишь отвлекал внимание, но сейчас танцевал с Яном Веннелли». В любом случае, Вольфганг Миттермайер войдет в историю как первый, кто вторгся в этот коридор с момента основания Фюззана. На мостике его флагмана Биовольф Миттермайер на большом экране наблюдал за посадкой на поверхность планеты. С вышки связи Фюззана пришло предупреждение. «Внимание! Просим немедленно остановиться! Вы вошли в запретную воздушную зону! Повторяю, внимание! Просим немедленно остановиться!» Предостережения были оставлены без внимания – Флот под командованием вице-адмирала Байер уже покинул орбиту и пробивался через слои атмосферы к поверхности. Купаясь в солнечном свете, флот сверкал, охватив плотным кольцом планету, словно жемчужное жерелье. Это было необыкновенно красиво. «Немедленно свяжитесь с резиденцией правителя! Имперский флот вошел в атмосферу! Это вторжение!» На вышке связи Физзана царила паника, что показывало хрупкость общества, которое жило мирной жизнью уже более века и было построено людьми, забывшими в своем самодовольстве, что такое кризис. Среди исторических воплей и беготни, один из диспетчеров со злости бросил наушники об стол, схватился за голову и негодовал про себя. «Какого черта они не предупредили нас об этом?» Где-то внизу многие физанцы точно так же посылали в небо проклятие. Такое поведение было естественным, но бессмысленным, примерно как попытка потрогать голограмму. На поверхности Физзана, наполовину погруженного в ночную тьму, творился хаос. Дети, еще не до конца все понимая, тыкали в небо пальцами, родители следовали их примеру. Поднимали головы к небу и застывали в таком положении. Елиан видел, как бесчисленные точки покрыли свод темно-синего неба, словно гирлянды. Он только что вышел на улицу в Штатском. Он чувствовал, что за ним наблюдают, но не мог сказать, был это физзанец или кто-то из резиденции посланника, да и это было неважно. Наконец началось. Юлиан это знал. Имперский флот вот-вот оккупирует фезан и превратит его в тыловую базу для вторжения на территорию Союза. Предсказание адмирала Йона все же сбылось. Он пытался помешать этому, но безуспешно. Суматошные крики людей молотили по его барабанным перепонкам. Юноша повернулся на каблуках и пытаясь ни на кого не наткнуться, побежал к зданию Представительства Союза. Часть вторая. Имперский флот в на центральный космопорт оккупирован. Когда вести об этом пронеслись по городу, правителя Адриана Рубинского не было ни в его офисе, ни в официальной резиденции. Он находился в своем личном поместье. Гостиная с высоким потолком на втором этаже, несколько картин, написанных маслом, висели на стенах, а вся мебель была выполнена в старинном стиле рококо. В одной из стен было вмонтировано зеркало размером 2 на 2 метра, Несколько экстравагантно, но такими уж были вкусы правителя. Даже столкнувшись с неизбежностью поражения в ходе внезапного и решительного вторжения войск Райнхарда на Физзан, Рубинский был похож на кого угодно, но только не на человека, который только что лишился всего. Он развалился на диване и мерно потягивал вино из бокала. Человек, который сидел на диване напротив, начал разговор. «Полагаю, вы обо всем слышали, ваше превосходительство?» — спросил Руперт Киселеринг. — «Слышал», Близится последний час Физзана. Никто и не подозревал, что все так обернется. Подумал Руперт Киселеринг. И правда, даже он никогда и подумать не мог, что в этом, 798 году космической эры, он увидит, как имперские солдаты вступят на землю Физзана. «По нашей информации, Болтек может прибыть в любой момент. Верхом на коне. Ему окажет поддержку имперский флот. Он придет, чтобы занять ваше место, и отнять власть, с которой он не способен справиться», а Руперт Кислеринг холодно улыбнулся, увидев собственное отражение в бокале вина. «Твое время вышло. Ты семь лет занимал пост, продержался меньше всех правителей в истории Фюззана. Уверен в этом?» «В чем-в чем, а в этом я согласен с Болтыком. Лишь в этом. Актеры, сыгравшие свои роли, но продолжающие бродить по сцене, мешают тем, кому еще предстоит произнести свои реплики. Тебе пора уходить». «Если бы кто-нибудь другой заговорил с ним так...» Рубинский, возможно, вонзил бы в него кинжал прямо здесь и сейчас. Но Адриан Рубинский был невозмутим. Черный лис Физана поставил бокал на край стола и ладонью погладил свой острый подбородок. «То есть ты согласен с герцогом Лейнграмом, что со мной сложнее иметь дело, чем с Болтиком? Я польщен. Не думал, что ты будешь так превозносить себя». Тон Руперта Кислеринга изменился с обидчивого на вульгарный. Судя по выражению его узкого лица, он сбросил маску любезности и оно стало ядовито пунцовым, отражая всю мучительную ненависть, кипевшую в нем. Если бы Кисляринг был робким человеком, он не смог бы посмотреть Рубинскому в глаза, что в одном, что в другом, нашли свое выражение худшие человеческие эмоции. И, казалось, идет какой-то химический процесс по превращению их во что-то еще более темное. Улыбаясь, он потянулся к карману пиджака и что-то медленно и осторожно оттуда достал. В руке Руперта Кессельринга оказался бластер, а дуло было направлено на Рубинского. Правитель дарил его презрительным взглядом. Честно говоря, я не ожидал. Когда мертвец воздает себе похвалы, это не особо нормально согласен? Понятно. Как выпал шанс, ты решил показать свои клыки. Казалось, что Рубинского это даже впечатлило. Ну ты, конечно, молодец, что решил воспользоваться возможностью. Но давай не будем забегать вперед, ладно? Ты думал, что даже если дашь мне возможность что-то сделать то всё равно не будет смысла менять изначальный план, не так ли, ваше превосходительство правитель? Ты бы наверняка потом сказал, что успех полностью зависел от того, как ты реагировал в процессе. Может и так, но уж точно не было никакой необходимости самому марать руки Руперт. Пунцовое лицо молодого советника побагровело, когда его назвали по имени. Его гнев и дискомфорт заставляли каждую вену на его лице пульсировать, а он сделал глубокий вдох, чтобы успокоиться, Казалось, что слова, которые он хотел бросить в отместку своему жестокому отцу, застряли у него в горле. «Так или иначе, я свергну этого идиота Болтыка. Но сперва, чтобы стать правителем Физзана, мне нужно убрать с дороги тебя. Ты живешь, чтобы обманывать других людей. Если я покончу с тобой здесь и сейчас, не только мне станет легче, весь Физзан вздохнет с облегчением». Он планировал захватить Рубинского и передать его имперскому флоту... Однако Кессельринг не был нужен герцогу фон Уилленграмму, ведь у него в руках имелся болток. С ним, как и с Рубинским, скорее будут обращаться как с предателями и поступят соответственно. Он хотел встать во главе народа Физзана и привести его к возрождению. Поэтому существование Рубинского, который был более популярен, чем он, могло ему помешать. Когда он пришел к такому умозаключению, он уже твердо решил, что будет руководствоваться лишь личными интересами а потому его окончательно поглотила ненависть к собственному отцу. «Но, Руперт, заткнись! Не смей называть меня по имени!» Рубинский спокойно закинул ногу на ногу и обратил свой лишенный эмоций взгляд на свою плоть и кровь. «Я твой отец. Будет правильно, если ты позволишь своему отцу называть тебя по имени?» «Отец, значит?» Руперт Кисселеринг едва не подавился на этом слове. Он откашлялся и прочистил горло. «Отец. Если ты говоришь слово «отец», Тогда почему же ты не...» Буря эмоций, яростно клокотавшая у него внутри, не позволила ему договорить. Молодой советник правителя приготовился нажать крок своего бластера. Но в этот момент зеркало на стене издало резкий звук, напоминающий хруст, и разлетелось в дребезги, разбрасывая повсюду осколки. Удивленный Руперт Кисельдинг обернулся. Три луча света вырвались из облака разлетающихся осколков и пронзили его тело. Все еще сжимая в руке бластер, Руперт Кислеринг исполнил короткий, но яростный танец агонии. Мгновение спустя он упал на полу и замер. Похоже, ты меня немного недооценил, Руперт. Рубинский встал с дивана и посмотрел на своего сына сверху вниз, не впечатлённый, но слегка задумчивый. Я знал, что ты собираешься меня убить. Ты ведь пришел сюда именно за этим, не так ли? Поэтому я подготовился. Но как? Я всегда говорил, что ты слишком наивный. Ты действительно думал, что Доминик на твоей стороне?» «Это шлёха!» От Руперта потребовалось колоссальное усилие, чтобы процедить это оскорбление. Но он уже слабо различал цвета, все вокруг тускнело, и несколько размытых фигур, вышедших из пространства за стеклом, казались ему жителями какой-то сказочной страны, что скрывалось за ним. Они наблюдали из-за одностороннего стекла, ожидая момента, когда правителю понадобится защита. Руперт совершил ошибку, он начал сражение на территории своего отца. Ты взял от меня лишь худшее. Если бы ты немного поумерил свои амбиции и жадность, быть может, и передал бы тебе свою должность и власть на смертном одре. Ты знал это, но не умел ждать. Злоба еще слабо светилось в глазах молодого человека. Никогда не думал, что дождусь от тебя хоть чего-нибудь. Красная пена, позарившаяся в углах рта Руперта, сделала его голос почти неразборчивым. Места, куда его ранили, горели огнем, но холод, словно ночной хищник, пробирался от кончиков его конечности к центру тела. Он подобрался к сердцу. Это был конец. «Я бы отнял ее у тебя. Отнял бы у тебя все. Я так решил. Я не оставил бы тебе ничего. Даже себя». Его полная ненависть и бормотание прекратилось, и Руперт Кислеринг застыл навсегда. Оставив незаконченными свои планы... Сын Рубинского покинул сцену раньше своего отца. Ваше Превосходительство, ждем приказов, сказал несколько колеблись один из телохранителей Рубинского. Они не знали, кем по-настоящему был человек, которого они убили. Находясь по ту сторону зеркала, они не могли понять, о чем идет разговор. Но все же они не могли и не догадываться о том, что между этими двумя существовала какая-то тайная связь. И этого было достаточно, чтобы им стало не по себе. Рубинский повернулся к тому, кто задал вопрос. Взгляд, направленный на него, казалось, причинил ему физическую боль, заставив сделать шаг назад. Увидев в глазах Рубинского блеск, сердце телохранителя словно сжала ледяная рука, но спустя мгновение он исчез, и правитель вновь стал похож на себя, лишенный эмоций, на излучающую уверенность. Глава Совета Свободных Планет Джоб Трунихт благополучно скрывался, пока переворот не закончился. Давайте же последуем его примеру. Часть третья. По приказу Миттермайера в здании центрального космопорта Физзана разместилась временная штаб-квартира. «Я получил сообщение из представительства Империи», — Объявила его адъютант, капитан-лейтенант Курлих. «Они опасаются агрессии со стороны элементов, недовольных оккупацией Физзана нашим флотом, и запрашивают отряд для защиты. Мы только приземлились, а им уже что-то нужно от нас. Хорошо, вышлите им батальон наземных войск», «Если они так боятся высунуть нос из норы, пусть не утруждают себя приветствовать нас», — сказал Миттер Майер, ухмыльнувшись. Он собрал штабных офицеров, чтобы дать им первый приказ. Были вновь определены цели, которые нужно было занять. Резиденция правителя, представительство Союза, навигационный центр, центр общественного вещания, центральное бюро связи, шесть космопортов, центр управления по распределению товаров, штаб-квартира полиции, центр управления организацией наземного движения, и Центр термоядерной энергетики. Когда все это окажется под контролем, они завладеют мозгом и сердцем Физзана и смогут делать с ним все, что им заблагорассудится. Самые важные цели – резиденция правителя, представительство Союза и навигационный центр. Нужно получить доступ к их компьютерам и собрать данные. У нас нет права на ошибку, понятно? Байерлейн, Бюро, Дройзен и Зинцер Увидев блеск в глазах командира, нервно кивнули в ответ, осознавая ответственность своей миссии. В прошлом экспедиционные силы, в любом количестве, были вынуждены позорно отступать из-за неверной информации о географии территории Союза, но если им удастся взять под контроль компьютеры навигационного бюро и представительства Союза, то они смогут нивелировать преимущество врага, который частенько пользовался тем, что ему известна обширная незнакомая им местность. Используя Физан в качестве тыловой базы и вооруженной этой информацией, они смогут вести войну на равных условиях. Для Рейнхарда, стремившегося владеть всей Вселенной одним мощным ударом, это было жизненно необходимо. Нельзя было игнорировать и моральную сторону вопроса, если важная информация о географии, военном и экономическом положении их страны попадет в руки врага, даже союз не сможет избежать волнений. Успешно завершив вторжение на Физан, империя одержала стратегическую победу над Союзом, внимание которого все это время было приковано к изорлонскому коридору. Даже если командующий Союза Ян Венли был гением тактики, по крайней мере они обладали контролем над ситуацией. Затем Миттермайер объявил, что убийство мирных граждан, сексуальное насилие в отношении женщин и мародерство любого рода запрещается, и что каждый, кто нарушит эти постановления, будет приговорен к смертной казни через расстрел после приговора пылевого суда. Не думайте, что Вольфганг Миттермайер нарушит свое слово. Любой, кто посмеет оскорбить часть имперского флота получит награду по заслугам. Не забывайте об этом. Офицеры его штаба сделали все, что им было приказано. К своим подчиненным Миттермайер мог быть щедро доброжелателен, но он был командиром, абсолютно нетерпимым к проступкам. Сама мысль о наказании заставляла их содрогнуться. При старом режиме он собственноручно казнил подчиненного, который убил гражданского, занимаясь мародерством. Тогда это было проблемой, и он был отдан под трибунал людьми, которые завидовали, что простолюдин занимает высокий пост. Рейнхард разобрался в деле и продвинул его по службе, сделав его адмиралом под своим началом. Миттермайер был обязан своему юному господину и желал вернуть долг верной службой. Его приказания были одно за другим успешно выполнены, ключевые пункты Физана были захвачены имперским флотом. Навигационное бюро было занято первым, все компьютеры с обширной навигационной базой оказались в распоряжении имперцев. Затем была захвачена резиденция правителя, но самого хозяина особняка так и не обнаружили. А посланный в его личное поместье отдельный отряд обнаружил лишь тело молодого человека в гостиной на втором этаже и разбитое одностороннее зеркало. Его опознали как советника правителя Руперта Кюссельринга. Но обстоятельства его убийства еще предстояло выяснить. Группа сухопутных войск численностью 600 человек во главе с капитаном Глассером на 120 бронемашинах была послана на захват представительства Союза свободных планет на Физзане, они на полной скорости неслись по главной магистрали города. Раньше, по сторонам от нее все было заполнено пешеходами, но сейчас почти все магазины стояли закрытыми, и их провожали лишь испуганные гневные взгляды из окон. Когда они добрались до представительства, капитан приказал блокировать здание по периметру. Он вышел из броневика и встал перед главным входом. А в этот момент луч заряженных частиц вылетел со стороны здания прямо ему под ноги подняв вверх белый дым и куски дорожки, вымощенной плиткой. «Что ж, это было ожидаемо», — произнес Глассер, холодно улыбнувшись. Он поднял руку и дал знак одному из броневиков навести свою двухствольную тепловую пушку на здание. Броневик прицельно выпустил две стрелы оранжевого пламени по первому этажу, стекла разлетелись в дребезги, а огонь и дым, казалось, сражаются друг с другом, поднимаясь из оставленных зданий дыр. Ответного огня не последовало, если внутри был кто-то, то он вел себя необычайно тихо. Гласер, как и его учили, допускал вероятность засады, но использовать инфракрасный сканер при таком огне было бессмысленно. Осторожно приблизившись к зданию, его солдаты бросились внутрь, но и минуты не прошло, как один из них выбежал обратно. «Капитан, в здании никого нет!» Когда его спросили, кто же произвел выстрел, солдат указал на окно второго этажа. Капитан сокнул языком, увидев автоматический спусковой механизм, к окну была прикреплена лазерная винтовка с установленным таймером выстрела. Капитан, не стесняясь, высказал все, что думал об умнике, с которым они имели дело. Он приказал солдатам потушить огонь и вместе с инженером направился в комнату управления. Повозившись с компьютерами, инженер побледнел и повернулся к капитану. Как только он увидел его лицо, капитан понял, что он провалил самую важную часть миссии. Послышался отчетливый скрежет зубов, сообщавший о бессилии, и тут же стих. Будучи прирожденным военным, Миттермайер не разбирался в вопросах экономики, но он знал достаточно, чтобы действовать осторожно. Банки пока что оставались открытыми, что позволило вести бизнес, как обычно, к большому облегчению народа. Несмотря на враждебный настрой по отношению к имперскому флоту, им нужно было продолжать жить, и нынешние экономические условия были далеко не самым худшим вариантом. Исходя из этой же логики, Меттермайер выпустил указ, в котором объявлялось, что любой, кто будет увлечен в тайном накоплении запасов или же в повышении цен, понесет суровое наказание. Не прошло и часа после выхода указа, как многие новые ценники, которые выставили магазины, можно было выкидывать. Одним движением Меттермайер сокрушил мощную жажду наживы фюзанцев. 28 числа со своим флотом прибыл Нейхард Мюллер. Подчиненные Меттермайера оказали торжественный прием своим товарищам, более смелые граждане Физзана смотрели с ненавистью, а менее с покорностью. Как к оккупационному корпусу внезапно присоединились более миллиона солдат. Мюллер крепко пожал руку Миттермайеру, вышедшему его поприветствовать. Тем временем космопорты Физзана перешли под имперский контроль, и все пассажирские перевозки были приостановлены. Никто не мог покинуть поверхность Физзана, по крайней мере официально, а это означало, что правитель Рубинский и представитель Союза скрываются где-то на планете. Работа Миттермайера на посту военного губернатора была почти безупречна, но, как и все в этом мире, не обошлось без грехов. Прямо перед прибытием Мюллера произошел инцидент, несколько солдат изнасиловали женщину, вместе с достоинством у женщины похитили обручальное кольцо с сапфюром в форме звезды. По приказу взбешенного Миттермайера личности преступников были немедленно выяснены, ураганный волк принес извинения жертве, вернул кольцо и лично как командующий приговорил трех солдат к высшей мере наказания. Публичная казнь состоялась на площади Святой Терезы. Возможно, это было жестоко, но по-другому было нельзя. Открыто отменить казнь означало потерять доверие граждан оккупированного Физзана, а если бы казнь была проведена в тайне, неизменно пошли бы слухи, что преступники избежали наказания. В любом случае, он был должен успокоить общественное мнение и не допустить возможности гражданского сопротивления. Предводитель преступников молил о прощении, но Миттермайер остался непреклонен. «Я сказал, что никогда не нарушу свое слово», «Или оно значит так мало, что ты его не услышал?» Миттермайер лично присутствовал при казни, а затем направился в центральный космопорт, чтобы поприветствовать своего собрата по оружию. Мюллер был благодарен за то, что ему оказал прием сам Миттер Майер, который был выше его позванию, и отметил его успехи и осмотрительность управления Физзаном. «Ну, пока дела идут неплохо», — ответил ураганный волк. Физзанцы еще не осознали, что произошло, но нельзя отметать вероятность, что рано или поздно они могут взбунтоваться. В этом случае герцог Лоинграм непременно примет соответствующие меры. «Как бы то ни было, мне станет не по себе, если я не буду сражаться», — заключил прирожденный военный. Часть четвертая. По глухому переулку, куда такие, как он, никогда не забредали, бежал парень, одетый по-простому, в свитеры джинсы. Длинные белокурые волосы, черты лица, заставляющие девушек оборачиваться — темно карие глаза, идеальная осанка и физическая форма выдавали в нем Юлиана Минца. За дверью, ведущей в неприметное малоэтажное здание, его уже ожидали трое мужчин, включая прапорщика Машенга и посла Хэнслоу, сбежавших из представительства Союза. Третий человек был ему незнаком. Неужели Машенга нашел своего независимого торговца? Четырьмя днями ранее, когда он бежал обратно к представительству Союза, собственными глазами, наблюдая за имперским вторжением, Юлиан вместе с Машенго сели было в машину, но беснующаяся толпа не давала ей проехать. Делать нечего, прапорщик. Пойдем пешком. Пойдем? Нет, побежим. И Машенго побежал за ним. Он думал о безопасности этого мальчика и был готов сделать все, что было в его силах, чтобы защитить его. Такова была личная просьба адмирала Яна. Когда они вернулись в представительство, Юлиан увидел, что все собрались в коридоре. Он подошел к послу Хэнслоу и отдал честь. Ваше Превосходительство, пожалуйста, выслушайте меня. Нам нужно немедленно стереть все данные с вашего компьютера. Стереть? От тупости этого ответа сводила зубы. Если оставим все как есть, информация попадет в руки имперского флота. Посол Хэнслоу ахнул и отвел взгляд, как будто надеясь переложить ответственность на кого-то другого, но никто не желал встречаться с ним взглядом. Прошу вас, нужно срочно принять решение. Имперские войска будут здесь минуты на минуту. Юлиан осмотрелся, он подумал, неужели никто с этим не согласится. Все стояли молча, почти апатично, злобно сверляя его глазами. Я не собираюсь подчиняться приказам таких, как ты. Удивленный громкостью собственного голоса, Хэнслоу смахнул под кончиками пальцев. Но все же твое предложение звучит разумно, а поэтому стоит отнестись к нему серьезно. Может, нам следует удалить данные из компьютера, но ты возьмешь на себя ответственность. Если союз проиграет, подумал Юлиан. Этот человек захочет переложить вину на кого-нибудь другого. Есть и другой путь. Может нам оставить все данные, как есть, на компьютере и сдаться имперскому флоту? Если мы предложим им ценную информацию, может они проявят к нам снисхождение?» Юлиан говорил с сарказмом, но Хэнсло замолчал. Юноша с удивлением увидел, как на лице этого человека появилось эгоистичное выражение. «Вас понял», — сказал Юлиан. «Я возьму на себя всю ответственность. Позвольте мне удалить данные из памяти компьютера». В его словах чувствовалась внутренняя неуверенность, но если бы он не пошел на это, всему конец. Машенга помог ему стереть память компьютера, и когда он вернулся через полчаса, то увидел неожиданную картину. Зал был совершенно пуст, а на диване в полном одиночестве сидел посол и недоуменно хлопал глазами, покинутый своими некомпетентными сотрудниками. Юлиан знал, что это место изначально не было оплотом закона и порядка, но такая безответственность была за гранью воображения. Он понимал, что если правительство Союза узнает об этом, то людям, покинувшим свои посты, придется понести за это ответственность. Может быть, они просто перестали верить, что Союз продолжит свое существование. От этой мысли сердце Юлиана похолодело. «Ты, ты, умоляю тебя, отведи меня в безопасное место!» — сказал Хэнслоу, увидев Юлиана. По правде говоря, этот человек был для Юлиана обузой, но он не мог с чистой совестью бросить его здесь поэтому он сказал послу переодеться во что-то более удобное и приготовить деньги и бластер. Из заряженного лазерного ружья Юлиан сделал устройство, которое произведет выстрел по таймеру и установил в окне второго этажа. Тем временем посол, успевший переодеться, бесцельно бродил по первому этажу. Стоило им покинуть здание, как они услышали звук колес приближающихся бронемашин. «Что будем делать дальше? Если во всем этом хоть какой-то смысл? Если нет, то нам крышка!» До сих пор ему удавалось не попасть в руки врагу, но пока они пробирались по глухим переулкам под покровом ночи чуть ли не бегом, к Хэнслоу вернулось его привычное высокомерие. Ни разу в жизни не сталкивавшегося с трудностями и нуждой, его, казалось, смущал тот факт, что молодой человек, которому не было и 20 лет, теперь стал его защитником. Хоть Юлиан завидовал проницательности своих старших товарищей, сейчас у него не было выбора, кроме как отвечать самому. «Мы попробуем связаться с независимым торговцем», а когда свяжемся, что тогда? Я планирую заставить его предоставить нам корабль, чтобы сбежать с Физзана». Посол покачал головой. «Хм, но будет ли все так, как ты говоришь?» Именно это Юлиан хотел знать больше всего. Однако они не могли просто стоять на месте и смотреть, как меняется мир вокруг них. Он хотел вернуться к Яну, туда, где был его дом. Он бросил на посла презрительный взгляд. «Если бы только Ян был сейчас здесь, а не этот презренный человек, Насколько бы это подняло дух Юлиана. Четыре последующих дня Юлиан скрывался в укромном переулке и продолжал искать способ сбежать с Физзана. Единственное, за что Юлиан был благодарен Физзану, это то, что здесь почти все можно было купить за правильную цену. У человека, которого Машенга представил Илиану, были редеющие волосы и обвисшая кожа, из-за чего он производил впечатление очень уставшего человека средних лет. Но его глаза, к удивлению Юлиана, были очень живыми. «Моя фамилия Маринеско. Я исполняю обязанности капитана независимого торгового корабля «Березка». Мужчина сказал Юлиану, что, как ему кажется, он может оказаться им полезен. Поскольку он был всего лишь административным сотрудником, то не был уверен в том, что собственноручно поднимет корабль, но уверил Юлиана, что лично проследит за тем, чтобы был нанят профессионал. «По правде говоря, мы с вами не совсем уж не знакомы. Буквально через два рукопожатия». «Два рукопожатия? Мой капитан Борис Конев и опекун младшего лейтенанта, адмирал Ян. Когда эти двое были детьми, ну, они, похоже, неплохо ладили. Их даже можно было назвать хорошими друзьями. Глаза Юлиана блеснули, но блеск потух, когда он услышал, что капитан, который некогда был другом Яна, теперь находится на Хайнасине в столице Союза. Но я знаю другого опытного пилота. Вы можете на меня рассчитывать. Для Фезанца контракт святое. Однако он добавил, что понадобятся деньги. Сколько бы ни пришлось заплатить, я уверяю, что он будет обладать мужеством и навыками, необходимыми для этого задания. Не думаю, что прошу слишком многого. Я тоже так думаю. Вашего слова мне достаточно. Можете ли вы найти этого человека прямо сейчас? Не обращая внимания на протесты Хэнслоу, Юлиан достал 5000 марок из толстого кошелька посла и вручил их Мариноску в качестве аванса. После того, как он ушел, прапорщик Машенга задумчиво взглянул на своего юного начальника. «Можем ли мы ему доверять?» «Думаю, да, но...» Он не мог с уверенностью сказать, что полностью ему доверяет, однако другого пути не было. Так или иначе, ему пришлось бы доверить свою жизнь и судьбу незнакомому человеку. Юлиан задумывался, не является ли этот Конев, в дополнение к тому, что он друг детства Яна, так называемым физанским кузаном пилота Аса Ивана Конева. Он никогда не узнает наверняка, пока не встретятся с ним. Младший лейтенант. Учитывая степень нашего доверия к нему и условия, в которых мы находимся, нужно быть готовыми убить его, если он решит предать нас. Что думаете? При этих словах плечи Юлиана слегка сгорбились, иногда ему казалось, что кто-то невидимый заставляет нести его весь груз ответственности и выполнять все обязанности, лежащие за пределами его понимания. Не про это ли говорят, что посеял, то и пожнешь? Это следствие его желания стать военным? В любом случае, Юлиан должен был сделать все возможное, чтобы вернуться к Яну, и он твердо решил сделать это. Бронемашины, оснащенные двухствольными тепловыми пушками, рёвом неслись по главной улице, сотрясая воздух звуками своих термоядерных турбин. Человек, который смотрел на них из окна третьего этажа, с отвращением цокнул языком. Он был одним из независимых торговцев, собравшихся в баре под названием Дракул. Поскольку половина космопортов уже была блокирована, Большинство из них лишились работы, и им оставалось лишь всем вместе заливать негодование выпивкой. Говоришь, на Физане ходили слухи об этом? Не могу поверить своим ушам, и они даже не смогли предсказать имперское вторжение. А что делали эти придурки в представительстве на Одине все это время? Посылали бесполезные отчеты о вечеринках и погоде? Похоже, говорящие головы в правительстве все-таки просто так просиживают свои штаны. И ты правда, этому удивлен? Не знаю, как в других странах, но у нас на Физане правят бездарные идиоты. Было бы странно ждать от них каких-то реальных дел. Этим оскорблением доставала лоска, и те, кто их произносил, лучше других понимали, что от того, что они обрушивают проклятие на головы других людей, ситуация не улучшится. И тем более, время не повернется вспять. Темные тучи повисли в душах каждого из них. Они говорили о том дне, когда больше не смогут пользоваться календарем, к которому привыкли. На что же, чарт побери, будет дальше?» «Что будет? Империя изменится!» Династия Голденбаумов, Физан, Союз Свободных Планет, все они исчезнут, а потом этот белобрысый щенок станет императором всей вселенной. Ему мало уничтожить династию Голденбаумов, его жадность не знает границ, скажу тебе. Все же любить его не за что. Любить может и не за что, но может ли дурак достичь таких вершин? Да уж, даже в этом нашим чинушам до него далеко. От шутки все рассмеялись, но в смехе отчетливо чувствовалась нотка отчаяния. Помните. Мы свободные граждане, не какие-то идиоты, что гордо зовут себя союзом свободных планет. Или как там это называется? Мы свободные люди, и милостливый император последнее, что нам нужно! Когда один из собравшихся собрался было ответить говорившему, его потянули за рукав. Среди них был пожилой уважаемый торговец, которого почитали за старшего, он взял слово. Лучше б я умер! Мне не пришлось бы смотреть, как имперский флот оскверняет наши улицы своими модными армейскими сапогами». Старый торговец тяжело вздохнул, а молодые вокруг него замолчали, погрузившись в уныние. «Поскольку эта эра длилась сто лет, я лишь надеялся, что она продлится еще сто. Хотя, если подумать, в истории нет таких прецедентов. Но даже когда я увидел, как династия Голденбаумов, правившая пять веков, превратилась в жалкую карикатуру на себя, я не думал, что придёт время Феззана. Как же я был глуп. На словосочетании придет время. Тишина стала гробовой, но затем ее нарушил одинокий голос. Да, перспектива пугающая, но может быть это лишь на время. Фезан возродится. Мы восстановим наш оплот независимых торговцев ради свободных граждан. Как я уже сказал, нам не нужен император, который будет нами командовать. Человека, который произнес эти слова, звали Кейл Уиллок. Его знали скорее как навигатора, чем как торговца, Внезапно послышались аплодисменты, и все обернулись. Аплодировал незнакомец, только что вошедший в дверь. «Великолепная речь, Уиллок!» Уиллок улыбнулся старому другу. «Так-так, неужели это маринад с березки? И чем я обязан или лицезреть тебя столь внезапно? У меня для тебя работа. Если тебе, конечно, интересно пилотировать корабль, а не произносить речи. Спрашиваешь, можешь на меня рассчитывать? Ты меня удивляешь». «Ты соглашаешься, даже не спросив про условия работы?» Улыбнулся Маринеску, почувствовав слепую решимость Уиллока. Часть пятая 30 декабря в 16.50 по местному времени Райнхард фон Лоенграм вместе со своими ближайшими советниками ступил на землю Физзана. Адмирал флота Миттермайер адмирал Мюллер в сопровождении 40 тысяч солдат приветствовали имперского гросс-адмирала, День сменился ночью. Постепенно темнело, и под небом, где бездонная синева переходила в розовую полосу, юная белая фигура выглядела словно иллюстрация к поэме. Даже те, кто презирал его, не могли не признать его поражающего великолепия. Солдаты, наблюдающие за высадкой Райнхарда в космопорту, будут рассказывать своим женам, детям и внукам о том, как они видели белокурого юношу, непоколебимо возвышающегося в наступающих сумерках, пока не погибнут в бою или не умрут от старости. Солдаты громогласно приветствовали его, их пылая и мощь усиливались с каждым возгласом. ⁇ Да здравствует император! ⁇ Да здравствует империя! ⁇ Миттермайер поклонился юному главнокомандующему. ⁇ Они называют вас своим императором. Они воодушевлены. Офицеры Рейнхарда точно уловили суть его слов. Он не протестовал против того, что его называли императором. Когда он отсолютовал солдатам, в вечернем небе громохнули новые радостные возгласы да здравствует император да здравствует империя Рейнхард будет коронован лишь в следующем году но на планете физзан этот день навсегда запомнят как момент когда солдаты впервые назвали его наш император рейнхард Рейнхард реквизировал под свою временную резиденцию отель высшего класса в своем первом послании он заявил что имперская оккупация не лишит физанцев многочисленных гражданских прав которыми они всегда пользовались. Далее он выразил надежду, что территория Империи Доминион Физзан, обладающий самоуправлением, теперь будут единым и неделимым целым, и в этом он не лгал. Он просто не упомянул, что это был один из шагов на пути к его главной цели – завоеванию Союза Свободных Планет, и что это будет осуществляться под его строгим руководством. Миттермайер принес извинения Райнхарду за то, что не сумел выполнить три приказа, арестовать правителя Рубинского, посла Союза Хэнслоу, и, наконец, ему не удалось получить информацию из компьютера в представительстве Союза. Рейнхард невозмутимо пожал плечами. редко, когда получается все сделать идеально. Если это не получилось у тебя, сомневаюсь, что получилось бы у кого-нибудь другого. Тебе не за что извиняться. Рейнхарда не особо волновало, что осталось с кем-то вроде посла Союза Хэнслоу. Сейчас его не особо волновал даже Юлиан Минс. И хотя неудача с компьютером в представительстве Союза была действительно неприятной, им удалось получить всю информацию в навигационном бюро, поэтому ситуацию нельзя было назвать безнадежной. Но он не мог закрыть глаза на то, что Рубинский вырвался у него из рук и теперь где-то скрывается. Как вы думаете, фон Мариендорф? Что планирует Черный лист? Я думаю, что он пока что признал поражение и зарылся в свою нору. Однако он, вероятно, догадывается, что посланник Болтек не сможет контролировать Физзан. Скорее всего, Рубинский рассчитывает, что когда болта с треском провалится, придет пора снова действовать. И тогда он встанет на сторону вашего превосходительства, или же народа Физзана это не столь важно. Значит, это неизбежно. Рейнхард согласился с выводами Хильды. Рубинский потратил немало времени, пытаясь заманить Райнхарда в ловушку похищением императора и проходом через Физанский коридор, но на деле в ловушку попал он сам. Рейнхард почувствовал, как внутри у него зарождается какое-то новое чувство, и это не было ощущение абсолютного триумфа. Пока что это было всего лишь всеми подозрения, но если бережно растить его, оно могло распуститься цветком тревоги. Болты и Рубинские что-то скрывали, чтобы это ни было, рано или поздно оно перестанет быть тайной. Закончив обед со своими офицерами, Рейнхард в сопровождении имперской гвардии отправился в навигационное бюро. Когда командор Клапф, глава штаба оборонительных операций, подвел Рейнхарда к двери, ведущей к главному компьютеру, он вошел в комнату в одиночестве, оставив за дверью даже своего личного телохранителя, капитана Кислинга. Безлюдная компьютерная комната была полна электроники, так что даже воздух в ней пах электричеством. Рейнхард молча прошел между компьютерами и остановился у огромного экрана, глядя на его огромную пустую поверхность. «Да, именно этого я и хотел». В его голосе послышались мечтательные нотки. Он положил руки на приборную панель и включил компьютер. Он делал все сознанием дела, словно пианист почувствовавший вдохновение поимпровизировать. Но то, что он играл, само собой не было музыкой. Он вывел на экран звездную карту, галактическую систему из 200 миллиардов звезд. Увеличил ее. Перед ним предстала территория Союза свободных планет. Появились названия каждой звездной системы и путей соединяющих их. Хайнесон, главная планета Союза, звездный сектор Астарты, где он однажды отправил в небытие вражеский флот вдвое больше его собственного. Звездный сектор Дагона, где 158 лет назад имперский флот потерпел сокрушительное поражение, и бесчисленное множество других звездных систем, секторов и мест сражений, он с нетерпением ждал дня, когда покорит их все. А Райнхард был похож на живую скульптуру перед экраном. Немного помедлив, он взял серебряный медальон, висевший у него на шее, открыл его и остановил свой взгляд на локоне рыжих волос, спрятанном внутри. Вперед, Кирхиайс! Сделаем вселенную нашей!» Даже после смерти Зигфрида Рейнхард часто разговаривал со своим рыжеволосым другом. Рейнхард откинул назад свои золотые волосы, гордо расправил плечи и своей неподражаемой походкой покинул компьютерную комнату. 798 год космической эры, 489 по имперскому календарю, был полон вражды и хаоса, но давлеющее ярмо прошлого было сброшено, человечество узнало, по какому пути пойдет и кто какое место займет в великом музее под названием «История». Неужели за собой их поведут лишь несколько человек из 40 миллиардов? Возгласы «Да здравствует император Райнхард» раздавались по всей галактике, время шло своим чередом, безразличное к тем, кто воспринимал их как добрый знак или же дурной. На пороге стоял 799 год космической эры — 419 по календарю империи. Конец четвертой книги читал Адреналин.